Виктор Ночкин, Андрей Левицкий. Череп мутанта. Аннотация. Зона таит много секретов. Иногда узнать их помогает интуиция и логика. И сталкер по прозвищу «Слепой» неожиданно для самого себя превращается в настоящего детектива. Выбравшись за периметр после событий в долине костей, слепой попадает в центр сложной операции, которую затеял кто-то из хозяев зоны за ее пределами. Спасаясь от преследования, слепой меняет кличку и уходит вглубь территории отчуждения. Ему предстоит раскрыть преступление в сталкерском лагере, спутаться в столкновения группировок, найти убийцу, заполучить необычный артефакт, сойти с химиком и пригоршней в зоне происходят странные вещи. Скрытые силы вступили в противоборство, и герой вместе с двумя сталкерами оказывается на передовой этой необъявленной войны. Часть первая. Возвращение. Глава первая. Зверинец. Когда постоянно ходишь в зону, незаметно развиваются некоторые инстинкты. И о том, что обзавелся новыми привычками, не догадываешься, пока не случится попасть на большую землю. Да не в наш поселок, где от дыхания зоны все стекла запотели, а туда, где о ее существовании стараются забыть. Там-то сразу почувствуешь, как тебя корешит. То и дело, хочется пригнуться, отскочить, Схватиться за ствол. И люди, люди. Огромное количество народу. И все без ПДА. И ты тоже без ПДА. Странное чувство. Так и зудит поглядеть на запястье, прежде чем сделать шаг. А некуда глядеть. Человек с компом на руке вызывает ненужные вопросы. Так что за периметром не носим. Вернее носим, но не на виду. Я свой, в рюкзаке таскаю. А еще начинаешь особенно шустро реагировать на военную форму. Сколько раз в поселке встречал миротворцев в амбундировании, никогда не было такого ощущения. А тут вошел в вагон электрички, сидит. Организм сразу же потребовал отступить, спрятаться, сжаться в стену, укрыться в тамбуре. Но разум велел шагать и делать вид, что все в порядке. Разум, конечно, победил но не без труда. Моя задача была сопроводить Костика в райцентр. За это Кары пообещал премию. Мне-то, в общем, ничего, дело обычное. К тому же, выполняя подобные мелкие просьбы, я мог рассчитывать на добрые отношения хозяина гостиницы «Звезда». Не лишний в нашей жизни. У Гоши Карова связи везде. Вполне может сложиться ситуация, когда его помощь понадобится – так что я всегда брался, если он просил. И эта поездка была рядовая, ничего особенного, да еще с Костиком. Мне нравилось ездить с ним. Гоша чаще отправлял курьером Костика или Дрона, но Дрон громадный парень, с ним периодически возникали всякие истории. Дрон не виноват. Его рост как-то возбуждает правоохранителей, что ли. Постоянно цепляются. Так что с Костиком ездить лучше. Рейс вышел вполне обычный. До вокзала нас сам кары проводил. Там сели в электричку. Когда поезд тронулся, пошли по составу. Первым Костик, потом я. Вообще-то идти первым – моя задача. Но тут Костик сам почему-то надумал. Я последовал за ним в другой вагон и едва сумел побороть инстинктивный порыв свалить обратно. Вагон, как всегда, был почти пустой, я сделал пару шагов и заметил сержанта. Мало того, что приобретенные в зоне привычки заставили нервно отреагировать на военную форму, так еще и лицо миротворца показалось мне знакомым. Пригляделся. Точно, пару раз приходилось иметь дело, сона его дери. Если бы замешкался в проеме, дернулся, отшатнулся, это выглядело бы подозрительно. Так что усилием воли я подавил желание сбежать и нарочито спокойно прошел мимо военного. Тот мазнул по мне ленивым взглядом и обернулся к спутнику, полному мужичку в штатском. Я прошлепал мимо и увидел, что Костик расположился в этом вагоне, может нарочно, чтобы меня подразнить. Я не стал подавать виду, что меня волнует присутствие сержанта, и уселся рядом с Костиком. Кстати, Костик не имя, а прозвище, потому что у него такая фамилия – Костиков. Иногда мы с ним делали вид, что не знакомы, и усаживаясь лицом к лицу. Но мне не хотелось оказаться спиной к сержанту. Через несколько лавок от меня торчали его бритый затылок и плешивая макушка штатского. «Костик, на всякий случай предупреждаю, мы с этим сержантиком встречались. Если он меня узнает...» «Тю, сержантик, а той дядька, что с ним поряд, той гадаю в прокуратуры. прокуратуре. Ого, точно? Не впевнен, аль я его килька раз бачив с тем прокурором, что до нас у лекарню заглядав. Помнишь? Помню, а как же. Значит, это тип с ним был? Ага, в пару раз бачив. То в управе, як туда туды приходили. Разговаривали мы, конечно, очень тихо, так что сержант и мужчина в штатском нас не слышали. Зато вояка разглагольствовал, не смущаясь. Соливал попутчику. «Да я этих сталкеров за версту могу узнать. Глаз-то наметанный. Стоит поглядеть и сразу. Они ж по-другому двигаются. Манера у них звериная такая. Ну, и морды тупые. Одно слово — мутанты». «Ах, вот как!» — пробурчал штатский. Похоже, ему было неинтересно. И он ляпнул просто, чтобы как-то ответить. Точно, точно. А, кстати, слыхали анекдот? Приезжает начальство на КПП. Срочный приказ, говорят, изловить мутанта пострашней какого-нибудь. Ученые приехали, иностранная делегация. Им мутант нужен. Английские миротворцы ловили, не поймали. Американские тоже не поймали. А русским всегда как-то удается. Вот они пусть еще поймают. И что? Вяло спросил толстячок. А командир нашим и говорит. «Давайте в кустах пошуруйте. Еще раз сталкера изловите и отдайте начальству. Только ПДА с него снять не забудьте, чтобы на человека не был похож». <свык> Тут заскрежетали колеса. Поезд подходил к станции, предпоследний для нас. А в моем рюкзаке тихонько пискнул ПДА. Еще одна реакция из тех, что обостряются в зоне. И я услыхал сигнал... Сквозь скрежет и ляск. Вояка со спутником не оглядывались, так что я полез в рюкзачок и украдкой вытащил свой комп. Костик пересел на лавку напротив, чтобы видеть входящих. Электричка уже почти остановилась. При этом он бросил мне. «Вымкни звук! На цей станции стоит им и мы долго. Ше войсковой цей хлопчик почуе, як то бедивкин звонять». Я отключил звук. Если в самом деле придется торчать на станции, даже такой хвостливый лопух, как этот сержант, может обратить внимание на знакомый писк. Мне пришло сообщение от Ларика. Смайлика в конце она, как обычно, натыкала дофига, но писала о грустном. Дела плохи, мама разболелась, вещи и сны каждую ночь видит. Дядю Сережу уволили с завода, он пьет. А ведь верно, давно от Ларисы вестей не было. Раньше-то каждый день слала Маилы. Должно быть, эмоции отразились на моем лице, и Костик спросил: Шось, пуганы, да, плохие новости. Сестра троюродная пишет. А ты казал, что ридни твою Кольчевску мешкают. Кольчевск это поселок, куда мы с Костиком направлялись. Там нас должны были встретить, принять груз. Обычно приходилось гонять дальше но в этот раз партнер Карова почему-то решил поиграть в конспирацию и получить передачу именно здесь. Кольчевск, в общем-то, глухомань. Действительно спокойное местечко для интимной встречи. Так зустриньте с ридными. Правда. Я гадаю, зворотнику грузу цього разу не будет, продолжал Костиков. Так что я сам до Гоши повернусь. Бей телеграмку, нехай сестричка зустрічає. Я подумал, и то верно, когда еще соберусь проведать родню, а тут такой случай. Поезд остановился, репродуктор пробурчал что-то невнятное насчет стоянки. Я не прислушивался. И так известно, на этой станции электричка всегда по полчаса стоит. Так что я подождал, пока пассажиры разместятся в вагоне, убедился, что народ сел безобидный, ничего нашему багажу не грозит. Новые попутчики не представляют угрозы». Я стучал Ларику в ответ, мол, «Скоро буду у вас, ждите». Тем временем сержант заливался соловьем, описывая прелести службы молчаливому попутчику. «Наша служба — это даже не охота, это скорее рыбалка». «Рыбалка? Ага, она живца». «Наш лейтенант всегда так говорит, что забрасываем удочку, а наживка — это сталкер». Потом подтянешь такого к берегу, а на нем улов. То есть хабар. Знай себе снимай. Вояка, похоже, в самом деле дурак. Болтает такие вещи. Или это дядечка из прокуратуры. Хотя какое мне дело. Оказывается, Ларик торчала в сети. Новый мейл, состоящий чуть ли не из одних смайликов, пришел минутой позже. Всего три слова. Прибегу на вокзал. Потом поезд тронулся. Я задумался о встрече с родными. Костик, как обычно, помалкивал. Даже сержанту надоело мало чушь, и он заткнулся. Вот и Кольчевский вокзал. Здание выстроено, пожалуй, с полсотни лет назад, а то и больше, еще при Сталине. Красивый домик, как игрушка, с декоративной колоколинкой, выкрашен розовым, с белыми карнизами. Замок из сказки. Ох, сколько раз я приезжал сюда летом на каникулы. Потом, когда родителей не стало, и вовсе переселился. Прожил два года. Но это уже другое. Вокзал мне запомнился именно такими летними веселыми ощущениями. Каникулы. Я еду к родне. Впереди веселое лето. Хорошие воспоминания. Доброе. Попутчики зашевелились, нагружаясь поклажей, потянулись к тамбуру. Странные люди. Поезд простоит в Кольчевске долго, все успеют сойти. Заскрежетали колеса, поезд вздрогнул в последний раз. Колыхнулась толпа с сумками и чемоданами у выхода. Тут и сержант с толстым спутником тоже стали собирать багаж. И эти, значит, в Кольчевске выходят. Странно, в общем-то, что им тут делать, глухомане. На заасфальтированной площади всегда небольшой стихийный рынок бабушки с кошелками, какое-то барахло разложено, три киоска. В стороне от вокзальной суеты расположилась группа мужчин. Все как один, крупные, спортивные, в темных плащах. Наши клиенты, не иначе. Перед вокзалом шумит толпа. Люди снуют туда, сюда, а вокруг плащей островок спокойствия. Будто бы само собой выходит, что прохожие норовят обойти эту группу стороной словно кто-то провел волшебным мелом зачарованный круг. Вот пассажиры в тамбуре зашевелились, и Костик бросил. «Ну, я иду». Подхватил грязную торбу, в которой, насколько мне было известно, лежали упакованные в тряпье спецконтейнеры с артефактами, и двинул к тамбуру, где топтались люди, едва заметно продвигаясь к выходу. В дверях застряла бабуля с кошелками, зацепилась, стала причитать, ее обругали. В общем, все как обычно. Тем временем военный с толстяком в штатском уже вышли через другую дверь. Старуху с ее торбами наконец выпихнули из вагона. Костик кивнул мне и вышел в тамбур. Начиналась самая ответственная часть моей работы. Я ведь не охранял на самом деле костика. Случись, какая серьезная заваруха, я бы не смог особо повлиять на исход. Нет. Мне следовало убедиться, осторожно наблюдая со стороны, не вмешиваясь, что груз перешел к получателю без эксцессов. Так что я сидел и глядел в окно. Вот группа спортсменов в плащах перестроилась. Я подумал, что это они навстречу Костику. Но оказалось, причина иная. На платформе показались военные. Здесь уже не карантинная зона, где армия хозяин всему и выполняет функции правоохранительных органов но все же ребятам, которые встречали курьера, присутствие вояк не понравилось. Тех было четверо, двое офицеров и пара вооруженных солдат. Бойцы в брониках, с автоматами. В самом деле странно. Костик вышел на площадь, но не стал приближаться к темным плащам. Встречающие его не спеша пошли прочь. Он оглянулся, поймал мой взгляд и едва заметно кивнул. Передача груза состоится в стороне. Я быстро покинул вагон и двинул следом за кустиком. А он, помахивая кошелкой, лениво топал вдоль платформы, удерживая дистанцию. Сумочка его, между прочим, больше 30 кило весит, потому что контейнеры не наши легкие, а усиленные в дополнительной свинцовой оболочке, чтобы не фанило. Тем не менее, Костик шел легко, будто ноша ничего не весила, железный человек. Я пристроился у хвост и краем глаза успел заметить. Почетный караул встречает наших попутчиков, сержанта и штатского. Непростой толстячок, значит. Ведь не ради же трепла сержантика такой экскорт. Может, лысый генерал в штатском? Тогда чего электричкой добирается? Впрочем, рассматривать военных было некогда. Темные плащи свернули за угол кукольного здания вокзала. Костик медленно по широкой дуге двинул за ними. Я следом. Похоже, в этой кавалькаде я был последним. За мной никто не увязался. Вот встречающие свернули на аллею, вдоль которой выстроились старые тополя. Там остановились. Костик медленно добрел до них. Парни в плащах разошлись, пропуская. Он нырнул в эту толпу, показался с другой стороны, уже без кошелки. Зато огромная спортивная сумка на плече одного из атлетов оттянулась. Парни снова перегруппировались. Прикрыли того, который полез в сумку проверять груз. Потом плащи лениво побрели прочь. Ну, вот и все. Порядок. Дело сделано. Мой спутник остановился перед стендом с газетами. Плащи гурьбой удалялись по аллее. Я присел на лавку и с удовольствием вздохнул. Хорошо. Пахнет, Точь-точь, как в детстве. Потом я потянулся за ПДА. Пятью минутами позже Костик подсел ко мне. «Ну шо, Слипый?» «Порядок. Вот бы в Маляву карму. «Ага. Написал, что ты сам возвратишься». «Ну, то и демо». «Идем». «А, нет, я же забыл. Меня Ларка собиралась встретить. Пошли познакомлю с сестрой». «Сколько же я Ларика не видел?» «Года два, пожалуй». А ведь живем рядом, казалось бы. Эх, что сейчас будет? Больше играть в шпионов мы не собирались. Так что попросту двинули на платформу. Я гляделся. Не мелькнет ли знакомая фигурка? Не видать. Я бы мог и сам к их дому добраться. Но раз Лариска писала, что придет, нужно ее встретить здесь. Еще раз осмотрелся. Перехватил взгляд балаболки сержанта. И снова проклятые инстинкты. Кольнула мысль. А что, если этот дурачок в самом деле навострился узнавать сталкеров издалека? Может, он идиотом только прикидывается. Секундой позже я сообразил. Парень глядит не на меня, просто в мою сторону. Его заинтересовало что-то вдали, а я встал на линии обзора. Я скосил глаза, куда это вояка уставился. И вот тут сердце пропустило удар или два чудесное видение девушка медленно подняла руку и нет этот жест полной задумчивой неги нельзя описать словами почесала в затылке чешутся дураки вроде вашего покорного слуги а принцессы никогда принцессы они не такие они могут разве что взъерошить короткую под мальчика стрижку но при этом не забывает томно выгнуться и отставить симпатичную попку, обтянутую джинсами. Вот в такие моменты не спасают инстинкты, приобретенные в зоне. Наоборот, хочется взвыть, ну до да чего ж я одичал там? Тем временем задумчивая принцесса обернулась и... «Привет!» Я оглянуться не успел, а принцесса, мигом преобразившись в Ларика, уже повисла у меня на шее. «Ты уже здесь!» «Ой, как я рада тебя видеть!» «Ой, какой же ты молодец, что приехал!» «Ну, здравствуй, обезьяна!» Когда мы виделись в последний раз, Лариса была студенткой техникума, тощей, угловатой, состоящей из одних лишь локтей и коленок. Еще у нее вечно была какая-то несуразная прическа. Она не знала, что делать с волосами. Еще она не умела одеваться, и всякая тряпка висела на ней, как на вешалке. Еще она всегда была не в духе. Еще я с детства дразнил ее обезьяной из-за слегка топыренной нижней губы. Два года и принцесса. Прическа, блузка, джинсы – Здесь было чего обалдеть. Я и обалдел. Потом Ларка чмокнула меня в щеку. Это было похоже на удар молнии. Или когда в трамплин вступишь, тоже напоминает. По-моему, сестра сама растерялась. Я осторожно взял ее за плечи, окинул взглядом. Ни малейшего намека на острые локти и коленки, на которые я привык натыкаться. «Ларик!» Эх, святые мутанты, как ты выросла. А я смотрю, смотрю, тебя нигде нет. Она шмыгнула носом. Тут только я ее узнал по-настоящему. Это была моя сестра Ларик, обезьяна и все прочее. То самое существо, с которым мы на пару облазили окрестные сады, чердаки и подвалы, с которым мирились и ссурились по пять раз в день, и несколько раз тайком курили в лопухах за покосившимся забором. Точно, это Ларик. Слепой, не хочешь меня представить родственнице? Я с опозданием сообразил, что железный Костик заговорил по-русски. Принцессе достаточно бросить мимолетный взгляд, чтобы вокруг начали происходить чудеса. Да, конечно. Лариса, это Тарас Костиков, мой друг и отличный парень. А это это твоя сестра. Троюродная!» Со странной интонацией вставила Ларик. «Очень приятно!» «А вон моя электричка!» Вдруг брякнул Костик. «Я пойду!» «Слепой, у меня через месяц свадьба. Я сперва не хотел заранее говорить. Ты это, бери сестру и приезжайте, ага!» «Ну, подробности я тебе потом. В общем, пошел я, не буду вам мешать». «Погоди, какая свадьба? С кем?» Я окончательно растерялся. Так с Надюхой же. Ну ладно, бывайте. И он, внезапно ставший удивительно русскоязычным, заспешил к составу. Провожая его взглядом, я встретился с глазами сержанта и прочел в них столько зависти, что мне стало совсем хорошо. Мне стало настолько хорошо, что я забыл, что нужно делать. Да и зачем, если так славно просто стоять и глядеть на Лару. Никуда не нужно идти, ничего не нужно говорить. Надеюсь, что сестра испытывала хоть что-то подобное моим ощущениям. Приходят круженные, уходит порожняк, говорил дядя. Что они на завод тянут? Еще завезли каких-то гастробайтеров чернявые такие. Может, молдаване? И никто их в поселке не видел. Привезли на завод и все, как будто и не было. Молдаване, наверное, кивнула тетя Вера. Строители. Их и раньше нанимали. Я представил себе, как уволенный дядя Сережа слоняется вдоль забора. Как издали поглядывает на проходную, высматривает сквозь ворота, когда их распахивают, пропуская составы. Но близко не подойдет, Гордость не позволит выказать, что тоскует по работе. И стало жаль старика, ведь сколько лет в одной должности. Я же помню, как он рассказывал о службе, гордился, что при нем всегда порядок. Когда на заводе появились ориентаторы, кооператоры, цеховики, так их тогда называли, ему хлопот прибавилось. Но дядя Сережа и тогда порядок поддерживал. А теперь что? Он ведь не старик еще по-настоящему. До пенсии далеко, а работы в поселке не найти. Везут какие-то ящики, все брезентом укутаны. Или контейнеры везут, там и вовсе не поймешь, что внутри, — продолжал родич. А ведь местных всех уволили. Даже крановщики со стропольщиками на разгрузке новые. Банда какая-то, что ли. Живут на заводе, оттуда, считай, вовсе не выходят. «Непонятно, куда такую прорву грузов там деть можно?» – поддакнула Лариса. «Что-то они делают все же», – буркнул дядя. «Может, по ночам? Не знаю. А складировать есть где? Одни подземелья чего стоят?» «Какие подземелья?» Мне стало грустно, однако я старательно поддерживал беседу. «Ну, как же?» – оживился дядя. «Под Ремжелдором бомбоубежище. Завод-то старый, Оборонным считался. Все по правилам. Во время военных действий можно развернуть производство в подземных цехах. Там целый лабиринт под заводом. Надежно строили. На века. И цеха, и склады, и... На страх агрессору, кивнула сестра, бронепоезд под землей склепать. Мирный советский трактор. «Цыц!» Безлобно прикрикнул дядя. «Молодая!» не помнит ничего, кроме анекдотов. Слушай, гость дорогой, а сейчас-то новые анекдоты рассказывают. Э, -э, я растерялся. Да, наверное. Я аж помню, вы с Ларкой вечно зубоскалили. А теперь интересно, о чем анекдоты, а? Эх, ну не рассказывать же в самом деле этим старикам, как сталкер Петров ходил в бар Шти. Ну, дядь Сереж, у нас же юмор специфический, связанный с нашим вредным производством. Дядя снова налил и махнул рукой. Да брось уж темнило. Рассказывай про свою зону. Про сталкеров, про это все. Бедные старики. Они, наверное, думают, что я ежедневно окружен опасностями и страшнейшими чудовищами, что рискую головой, ну и все такое. Ну ладно, Заходит Сталкер Петров в баршти, ему охранник на входе, сдавая оружие. А Петров спрашивает, биологическое оружие тоже сдавать, тогда я носки сниму. Ларик хихикнула, она всегда была на моей стороне. Потом дядя Сережа тоже осознал, в чем здесь юмор. Смял лицо жесткой ладонью, хмыкнул и потянулся за бутылкой. Вот, кстати, была не фонтан. Меня Карой приучил к качественной выпивке, а это, видимо, дешевое. Хотя вряд ли дорогому гостю небось из загажника вынули, что получше. Но ругать водку, понятное дело, я не стал. Зачем обижать стариков? Когда заканчивали вторую половинку, дядя Сережа вдруг разволновался. Даже голос повысил. Стал твердить, что он так не оставит, что он их всех выведет на чистую воду. Кого их? Как всегда, влезла Ларик. Она уже клевала носом. Слегка развезло ее, но не сильно. Она и с тетей Верой выпили совсем немного. Эй, а тебе завтра на работу, напомнил я. Не проспишь? не а Завтра у меня выходной. Суббота же. Забыл, что ли? И то верно, забыл. В зоне не бывает дней недели. Да и праздники мы устраиваем не по календарю. Тем временем дядя Сережа гнул свое. Эти мазурики точно что-то незаконное в от на ремжилдоре. Я их выведу на чистую воду. Я все узнаю. Сколько лет на заводе, сколько лет. Что-то возят, целыми составами возят. А обратно ни-ни. Обратно порожняк. Он потянулся к холодильнику. Вытащил третью бутылку. — Не надо, Сережа, — попросила тетя Вера. — Да, дядь Сереж, в самом деле, — промямлил я. — Да брось ты бы обслушать, — буркнул дядя. — Когда еще так посидим? — Ну, хоть завтра, — заверил я, — если не прогоните. А сейчас уже по шабашим, давно я так не наедался. Тут они все загомонили разом. Дядя твердил, что отсюда меня никто и никогда не прогонит, потому что я здесь дома. Тетя Вера бубнила, что, мол, это навязчивая идея у старика – раскрыть ужасный заговор на Ремжелдоре. Тогда нового директора посадят, и все станет как раньше, и дядю опять поставит зам ночь охраны. Ларка потянула меня за рукав и позвала поглядеть на ее компьютер. Мы с сестренкой покинули стол и отправились в девичью светелку. Комп Ларика был вроде и неплохой, но, насколько я понимаю, довольно дешевый. А что еще девушка могла себе позволить, спрашивается? Мои деньги они тратили экономно, а после увольнения старика на одну бухгалтерскую зарплату не разгуляешься. Я старательно похвалил технику. Тут в комнату заглянула тетя Вера и позвала меня мол, постелила на диване в гостиной. По дороге она тихонько рассказывала, что дядя стал как одержимый. Все носится с этой идеей насчет завода и нового директора. А директор, вернее владелец Ремжелдора, на вид солидный мужчина и, похоже, болеет. Очень бледный и постоянно платочком лоб протирает. Да бухает он неумеренно, это ж сразу видать. Дядя Сережа Слух имел острый, как и надлежит ответственному сотруднику службы безопасности. Потом старики стали спорить. Дядя твердил, что он доищется правды, а тетка рассказывала о своих снах. Сны тети Веры – больная тема в этой семье. Но насчет моей ноги и темных подземелий она угадала верно. В зоне перестаешь удивляться подобным штукам. Так что я решил прекратить их ссору и попроситься на покой. Устал, мол. Утром все было тихо и пристойно. За завтраком дядя выглядел мрачноватым, но о заводе больше не вспоминал. Ларик вскочила первой и побежала переодеться к торжественному выходу. Тетя Вера посетовала, что я так и не научился модно одеваться. Но к счастью, сны пересказывать не стала. Неловко мне всегда делается, когда она о снах говорит. Ну а одежда что? Мне понравился костюмчик Ван де Мейера, в котором тот впервые появился в звезде. Вот я и подыскал себе похожий. Удобная штука. Карманчиков всяких много, всякую мелочь есть куда пристроить. Даже Костик помнится одобрил. Дескать под такой и кобуру удобно прятать. Всем нравится костюм, кроме тетки. Зато он не мнется. То есть, я хочу сказать, даже помятым выглядит прилично. Мол, так и нужно его носить, небрежно. А сестра, кстати, туалетами не морочилась. Только блузку надела другую. Впрочем, принцессе все к лицу, что не на день. К тому времени, как мы собрались, дядя Сережа уже куда-то ушел. Тетка была грустной, а Ларик мне шепнула. Папа, опять будет у завода слоняться. Потом мы пошли в центр. Шагали неспешно, потому что утром все еще закрыто. Было хорошо, прохладно, мы снова молчали. Пока Ремжалдор процветал, здесь успели много чего построить. А теперь повсюду признаки запустения. Краска на стенах облупилась. Рамы рассохлись, в серые стены навеки въелась копоть заводских труб. Вскоре Ларик заговорщически поднесла палец к губам и потянула меня за рукав. Мы свернулись с центральной улицы. Лариса целеустремленно протащила меня по знакомым с детства закоулкам. Мы перебрались через старые железнодорожные пути, где между ржавыми рельсами пробилась густая трава. Да, теперь все лежит в запустении. А когда-то здесь кипела жизнь. Специфика Ремжелдора такова, что материалы и продукцию подвозили поездами. Все же было громоздкое, тяжелое. Наконец я догадался, что Ларик влечет меня к въезду на территорию завода. Мы остановились в зарослях лопухов за старым вагоном, который, кажется, прирос к рельсам. Лариса снова прижала палец к губам. Потом ткнула за угол. Я осторожно выглянул. Громадные ремжелдоровские ворота были распахнуты. К ним, погромыхивая на рельсовых стыках, подтягивался состав. Платформы, какие-то большие ящики, укрытые рыжим грязным брезентом, так, что суровая ткань обрисовывает углы. Заметил я и охрану. Ба, до чего знакомо выглядят эти ребятишки. Короткие черные куртки, расхлябанная походка. Сколько раз я таких в зоне видел. Но там подобной публике приходится скрываться, прятаться в глухих углах. А здесь, получается, они в открытую шастают. С одной стороны, эти черные куртки выглядели как униформа. Но я-то смотрел не на одежду, а на манеру держаться. Ребятки ходят в развалку, слегка размахивая руками. Шея вытянута. Очень характерная манера. Я милого узнаю по походке, как сказал сталкер Петров, услышав шаги псевдогиганта. Когда поезд скрылся на заводской территории, ворота стали сходиться, а я наконец догадался, что именно хотела мне показать Ларик. Дядя Сережа наблюдал из-за старого склада точно так же, как и мы. Осторожненько подкрался и уставился на заводские ворота. Сейчас он меня не видел, потому что глядел на ремжилдоровский двор, в щель между створками ворот. Но рисковать я не хотел и убрался за вагон. Часто он здесь караулит. Да, каждый день, вздохнула Ларик. Мама говорит, он лихнулся на этом. То есть на самом деле как на работу ходит с утра до вечера, охраняет, понимаешь? Иногда по вечерам тихонько выскользнет, я слышу, понимаешь? Я понимал, но что сказать не знал, ничего путного в голову не приходило. Ну ладно, пойдем, решила сестра. Ты меня обещал угостить, давай в кафе. У нас мороженое хорошее делают. Уже больше года, как новый агрегат поставили на обратном пути тоже пришлось закладывать крюк ларке не хотелось попадаться отцу на глаза пока мы лазили по заброшенным путям, пока обезьяна отряхивала пыль с джинсов, пока возвратились в цивилизованную часть кольчевска было уже больше двенадцати солнце жарило вовсю а тротуары заполнились прохожими субботнее утро кольчевский бамонт вывалил на променад. Ларка тут же вцепилась в меня, и чего скрывать, мне сделалось совсем-совсем хорошо. Она пару раз здоровалась с какими-то знакомыми, и нос держала высоко. Похоже, ей нравилось прогуливаться на глазах всей этой публики под ручку с кавалером. «А парень у тебя есть?» – решился поинтересоваться я. «Наконец-то догадался спросить. Это значит нет?» Это значит, со вчерашнего дня – да. Вот и кафе. Кафе как кафе, ничего особенного. Стеклянная витрина, на ней намалеваны самодовольные толстяки, которые с дебильными улыбками жрут всякие пестрые штучки. Называется «Снежинка». Мне название сразу понравилось. Я слышал, где-то к югу от Лиманска наши оборудовали базу и назвали «Снежинкой». Юмор такой, значит. Потому что размещается в помещениях бывшего рефрижератора при кооперативном мясокомбинате. Еще мне понравилось, что вывеска над кафе синего цвета. Любой дальтонник разберется. Я галантно открыл дверь, пропуская Ларика. Шагнул следом и бац! Точь в точь ситуация, как вчера в электричке. За столиком слева от входа расположился тот самый толстячок, в котором Костик признал сотрудника военной прокуратуры. С ним сидел капитан милиции и в полголоса бубнил. Толстяк лениво клевал мороженое из металлической вазочки и кивал. Лариса, ничтоже сумнящийся, заняла соседний столик и я сел спиной к бывшему попутчику. Подплыла рыхлая блондинка в кружевном фарточке, туго натянутом на выдающихся местах, предложила меню. Ларик выбрала мороженое с заковыристым названием. Я попросил принести то же самое и при этом прислушивался к разговору за спиной. «Это же ничего не значит», – вещал капитан, и мне в его голосе почудились виноватые нотки. «Документы у них в порядке, ну и вообще». «Я понимаю, что вообще», и документы в порядке, и крыша в порядке. Пожарный надзор там побывал. Небось, ничего толком не осматривали, а? Этот говорил злой жестко. Твердый тон не вязался с раскисшей фигурой и добрым лицом. Договорились по-хорошему? Это вне моей компетенции, сухо сказал капитан. Почему бы вам не поинтересоваться у пожарных? Поинтересуемся, и пидем станции тоже, и больницу на них натравим. На предмет проверки заводской санчасти. Но мы должны действовать осторожно. Иначе этот, как его, новый владелец, Хурылев? Да, иначе этот Хурылев почует опасность. Неизвестно, каких дел он может натворить. А здесь довольно крупный поселок, тысяча людей. Вы видели, какие у него охранники? Нет. Все нужно проделать аккуратно. Ну, как раз охранников мы пробили по картотекам. С ними-то ясно. Вот именно. Толстяк звякнул ложкой, выскребая остатки мороженого. Я весь превратился в слух и старался не упустить ни слова. Почему-то сразу решил, что Хурилев новый владелец Ремжелдора. Это о его охранниках говорил толстый прокурор. Или кто он там? о тех самых парнях в черных куртках, которые мне так не понравились нынче утром. Тут блондинка принесла нам мороженое и с заученной улыбкой пожелала приятного аппетита. Ларик принялась орудовать ложечкой, выковыривать орехи. Она склонила коротко остриженную голову на бок и снова стала похожа на себя маленькую а я использовал гладкую металлическую вазочку как зеркало, чтобы понаблюдать за соседями. Капитан склонился к собеседнику и, понизив голос, забубнил еще неразборчивее. Я едва улавливал отдельные слова. «Ну вот вечером мы поглядим», — оборвал его толстяк. сожалением оглядел опустевшую вазочку, поднял голову и, высмотрев официанку, позвал Девушка, счет, пожалуйста. Томно виляя бедрами, подплыла девушка, приняла деньги, все тем же заученным тоном поблагодарила: "Спасибо, приходите". Мужчины поднялись и направились к выходу. Тут и Ларик завела светскую беседу, стала пересказывать какую-то ерунду, которую болтают о зоне ее сотрудницы. Обезьяна, перебил я сестренку. А почему ты? не поинтересовалась, есть ли девушка у меня. Пожалуйста, не называй меня обезьяной. Ладно, и все-таки. Ларик фыркнула, вытерла губки салфеткой и посмотрела на меня в упор. Да ты на себя погляди. По тебе сразу видно, весь такой мятый, неухоженный. Это костюм, его так носят, запротестовал я. Вот, например, мой знакомый иностранец. Костюм хороший, Милостиво согласилась, Ларик, я о тебе говорю, а не о костюме. Ты мятый. И потом, когда я спросила о надежде с почты, как ты ответил, а? Смутился? Ты небось сам об этой надежде подумывал, а подойти боялся. Вот твой Костиков, первым и успел. Да больно, нужна мне надежда. Им с Тарасом в сам раз, два сапога пара. Вот приедешь к ним на свадьбу, сама убедишься а мороженое здесь ничего. Даже милиция в эту снежинку ходит. Видела за соседним столиком. А, этот. Капитан Самохвалов. Тут недавно двое солдат пропали, так этого капитана прислали расследовать. В Кольчевске расквартирована какая-то воинская часть, это я помнил. Значит, капитана сюда прислали недавно. Толстяк-прокурор тоже только что приехал. Сплошные командировочные. Прямо как у нас, в звезде. Ларик, ты кладешь бесценной информации. Откуда ты все знаешь? Ну, ну так поселок же небольшой, Приезжай на виду. Этот Самохвалов приходил на станцию. Вы спрашивал, не уезжали пропавшие парни. Вдруг кто-то случайно видел. Делать нам нечего пассажиров запоминать. А вот его фамилию ты запомнила. А он не сам представился. Сестра хихикнула и проговорила басом, подражая капитану. «Девушка, а не могли бы вы показать мне местные достопримечательности?» «Отшила?» «Отшила!» «Ну чего ты так долго? Я свое уже съела!» «Хочешь еще?» Лариса закатила глаза, взъерошила волосы и решительно объявила. «Хочу! Гулять так гулять!» И это снова прозвучало, как в детстве. А я в тысячный раз обругал себя. Ну почему не приехал раньше? Дурак ты слепой. Слепой дурак. Домой мы вернулись только под вечер. Дядя Сережа, как ни в чем не бывало, уже сидел за столом. Тетя Вера протирала полотенцем тарелки, прежде чем расставить на свежей скатерти. Мне стало как-то неловко, ведь это из-за меня такие приготовления. А Ларка деловито потянула носом, продегустировала вкусный запах из кухни и заявила. «Я сейчас!» Тетя Вера поглядела ей вслед. «Помчалась свой интернет. Мне, говорит, с нашими скучно. У меня все друзья там. Каждый день компьютер, да компьютер». Я сходил помыть руки, а когда вернулся, Ларик уже восседала за столом. Между тарелками возникла бутылка, пощаженная вчера, и мы продолжили. Теперь уже не было некоторой лихорадочности, связанной с моим неожиданным появлением. Сидели спокойно, меня даже не расспрашивали, как оно там. Тетя жаловалась на хворе, на ветер в ларке на голове. Он и прическу клоунскую сделала, всю красоту состригла. Видано ли дело девушке так ходить? я вступился за обезьяну, мол, так гораздо лучше. Но разговор не клеился. Дядя Сережа сидел мрачный и больше помалкивал. Мы даже половинку не допили. Потом разошлись по комнатам. Ларик на прощание легко погладила мое плечо и шепнула. «Эх, жалко, нельзя нашим теткам рассказать, что у меня кавалер – настоящий сталкер!» А дядя услышал, погрозил пальцем и буркнул. Я тебе расскажу, теткам. Язычок держи за зубами. А ты моих не оставишь ведь, а? Ну, если что. Дядь Сереж, ты чего это? Да я так, спохватился дядя, не обращая внимания. Ты же не уезжаешь, погостишь еще, да? Я заверил, что теперь нахожусь в отпуске и отправился в гостиную на свой диван. Проснулся я, едва дядя Сережа переступил порог гостиной но виду не подал, остался лежать, как лежал. А что было делать? За окном темень, поздняя ночь, а дядя одет и осторожно ступая по рассохшимся скрипящим половицам, пробирается к выходу. Ночной, понимаете ли, дозор. В общем, я сделал вид, что продолжаю дрыхнуть. А что мне ему сказать? Куда, мол, дорогой дядя собрался? В общем, когда он вышел, я не придумал ничего лучше, чем быстро одеться и выскользнуть следом. В переулке огляделся. Прохладно. Ветерок стрекочет насекомые. Ни фонари, ни окна не светятся. Зато луна заливает округу серебристым мягким сиянием. Где-то в отделении перелаиваются собаки. Мирно так, лениво. Должно быть, понимают, что особо шуметь нельзя. Хозяева отдыхают. «Дядю я не видел». Но мне это было понятно, куда он направляется. Выпили мы за ужином совсем немного. Однако, должно быть, и этого хватило, чтобы дядю Сережу потянуло на подвиги. Прохладный ветерок мигом выдул остатки сна из головы. Я застегнулся, сунул руки в карманы и пошел вдоль молчащих дворов. Рем проходной. Дядя, конечно, порядочно увеличил дистанцию, но мне это и нужно было не то он мог заметить слежку. Я, позевывая, выбрался на широкую улицу и побрел, стараясь держаться в тени. Потом свернул к железной дороге. «Вряд ли дядя пойдет центральной проходной», — рассудил я. «Там наверняка заперто и дежура черной куртки. Скорее всего, нашего казака-разбойника следует искать у складских ворот». Миновав заброшенные строение за станцией, я убавил шаг. Пошел совсем медленно, прислушиваясь и приглядываясь, держался стен. Чему еще учит Зона? Доверять собственным ощущениям, даже самым неявным, таким, которые невозможно описать словами. Как бы это объяснить, если слышишь то, чего не слышно, или видишь то, что находится за углом? Воображение иногда может над нашим братом подшучивать, но я привык полагаться на воображение, не меньше, чем на органы чувств. Да и как иначе. В зоне время от времени встречаешь такое, что не описано в учебниках, зато фантазии подвластно все. Я вполне способен вообразить едва ли не любую хрень, что встречается за периметром. Мы сталкеры, все фантасты в той или иной мере, а прагматики у нас не выживают. Прагматикам и реалистам самое место в прилизанных офисах. Вот и теперь я скорее вообразил, чем ощутил движение у забора. И тут же осознал, что это не одиночка, значит, не дядя Сережа. Окинув взглядом груды мусора, приметил какую-то массивную железяку. Вентилятор с обломанными лопастями или что-то подобное. Агрегат здоровенный, к тому же с причудливыми очертаниями. За такой штукой хорошо укрываться, потому что она отбрасывает неровные и изломанные тени. Это даже лучше, чем просто обширный закуток, погруженный в темноту. Я присел в пестрое мешанине светлых и темных пятен. Замер. Вдоль заводского забора крались двое. Эти так же, как и я, не покидали тени, из чего я заключил. Мы имеем дело не с людьми нового хозяина. Тогда кто бы это мог быть? Ближний участок стены возвели лет сорок-пятьдесят назад. Тогда завод был на подъеме и строили на совесть в соответствии с тогдашними представлениями о процветающем советском предприятии. Забор поставили кирпичный, высотой метра два. Поверху кладка шире, вроде своеобразного украшения. Перелезть трудновато, расширенная часть нависает над головой. Все это я в детстве не раз обдумывал, потому что на заводской территории всегда валялось полно занятных штучек. Да, если бы мне удалось перебраться через этот забор, ничего особенного не грозило. Дядя вступился бы. Но способа проникнуть на Ремжелдоровский двор я тогда так и не придумал. Забор и сейчас оставался серьезным препятствием для взрослого сильного человека. Мое укрытие находилось в метрах в пяти от ограды, и я ждал, пока незнакомцы приблизятся. Вскоре шорохи стали громче. У подножия кирпичной стены разрослись дикие заросли бурьяна. И этим двоим приходилось, чтобы оставаться в тени, продираться сквозь джунгли высотой по пояс. Вот я уже и шевеление в темноте под забором различаю. Чужаки замерли, не дойдя до моего укрытия. «Ну вот, например...» Очень тихо произнесла тень покрупнее. «Как раз подходящее место. Если бы днем глядеть, то, наверное, мы бы трубки нашли, которые они протоптали. Это, тот, что поменьше, зашуршал стеблем. Это точно говорю. Конопля, верняк, и шишки крупные будут, когда дозреет. Я такие здоровенные, разве что в зоне встречал. Зашибись, дурь, не сомневайтесь. Наркоманы какие-то, что ли? Я глядел, как опошатся в тени двое незнакомцев, и гадал, что бы все это могло значить? Потом и те под забором тоже притихли. Не снова почудились едва различимые звуки. Видимо, что-то все же происходило. Поэтому незнакомцы насторожились. Кто-то еще приближается? Лениво прополз луч прожектора. Ненадолго сделалось чуть светлее. Но наш участок все равно оставался в тени. Его заслонял забор. Раздался шорох. Мне показалось, что небольшой предмет перелетел через ограду с заводской территории на эту сторону. Я услышал негромкий хлопок, и неожиданно пустырь озарился ослепительным светом. В самом деле ослепительным. Это не фигура речи. Я по-настоящему лишился зрения. Закрыл глаза и вжался в железяку, служившую мне укрытием. А вокруг что-то происходило. Бухали тяжелые шаги, кто-то бежал вдоль забора. Звучали возгласы, стук. Я мог только догадываться, что на двоих интересовавшихся коноплей кто-то напал. Причем атакующие имели численный перевес. Возможно, они не хотели шуметь. Я слышал лишь звуки рукопашной. Глухие удары, стоны, хрип, гулки в выдохе. Потом хлопнул одинокий выстрел, но не громкий, приглушенный, будто стреляли в упор. Ранен взвыл и тут же смолк. Потом еще крик, хрип, стон. Я рискнул приоткрыть глаза, но ничего не видел, только круговорот разноцветных пятен. Тем временем звуки борьбы смолкли, шаги стали удаляться. Много их, не меньше десятка пар ног, пожалуй. А я все сидел, цепившись в шершавую поверхность стального листа, изъеденного коррозией и ждал, пока возвратится зрение. Наконец, сквозь хоровод ярких пятен стали проступать очертания стены и тени под ней. Прямая темная полоса выше переливается оттенки серого. Эта охрана вводит прожектором вправо и влево. Не знаю, где у них прожектор. Может, на крыше склада? Я медленно прокрался к стене и двинулся к месту, где произошла стычка. На мое счастье, эти люди затеяли драку в стороне, и то могли бы и меня обнаружить. Так, вот смятая трава и сломанные стебли. Не знаю, конопля здесь росла или еще что, я не разбираюсь в ботанике. Но вытоптали здесь все, будто слоны валялись. Постепенно зрение возвращалось. Но видел я пока что не слишком здорово, поэтому пошел очень медленно, направляясь в ту же сторону, куда заводские уволокли побежденных. В общих чертах было понятно, что двое – это чужаки, а напали на них с территории Ремжелдора, скорее всего охрана в черных куртках. Схватили или убили, потом уволокли. Куда? А к воротам. Метров сто отсюда до железнодорожного въезда или немного меньше. Я не мог придумать ничего лучше, чем тоже шагать к воротам. Если охрана занята пленными, то меня вряд ли заметят. На всякий случай подобрал увесистый обрубок арматуры. Хотя это не оружие, но металлический пруд, ладно лежащий в ладони, придал мне уверенности. Я моргал, тер кулаком слезящиеся глаза и медленно двигался вдоль стены к воротам. Чувство близкой опасности не оставляло ни на миг. Благодаря ему-то я и успел увернуться, когда из диких зарослей бурьяна ко мне метнулась тень. Пригнулся. Над головой со свистом пронеслась доска, врезалась в кирпичную кладку забора. Я прыгнул, втягивая голову, плечом ударил в плоский твердый живот. Мой визави согнулся, рухнул в разросшиеся пыльные джунгли, я занес пруд. Но сдержал руку, готовую нанести удар, когда противник застонал. Голос показался знакомым. Дядя Сережа. Ох, ты что ли? Нет, ангел господень. Блин, я же тебя убить мог. А что ты вообще здесь делаешь? Мой родич завозился в сплетение жестких стеблей. Он был явно сконфужен поражением. Кто бы спрашивал, куда охрана этих двоих потащила? К воротам? Ага, ты тоже видел. Один в военной форме, здоровенный такой парень, другого я не разглядел. Мелкий совсем, а стрелял кто. Дядя пожал плечами. Ослепило меня, не разглядел. Что это взорвалось? Световая граната. Охранники гостей хотели живьем взять, и, по-моему, стрелял тот маленький. Дядя Сереж, у нас есть два варианта. Либо побежать на помощь звать, либо. А что помощь? У этого Хурилева здесь все схвачено. С самим надо разобраться. Так что у нас есть второй вариант, если ты со мной. Пришел мой черед пожимать плечами. Вот уж то, что, а звать на помощь я не привык. То есть в зоне-то обычное дело по сетке кинуть рассылку. Мол, попал, выручайте, кто рядом, но то в зоне. А здесь-то все иначе. И если беспокойный родич решился лезть полымя, мне ничего не оставалось, как присоединиться. Я думаю, что если они только что захватили этих двоих, то сейчас, наверное, заняты с... Над нами проплыл луч прожектора, и я умолк. Мы, понятное дело, оставались в тени, но как-то само собой вышло, чтобы замолчали. Полоса света ушла в сторону. Ладно, а чего болтать, бросил дядя. Идем. Я будто догадывался, что рано или поздно пригодится. Он подобрал свою палку и двинул вдоль забора я следом. Уточнять, куда направляемся и что именно пригодится, мне не хотелось. Все равно сейчас узнаю. Когда прошли несколько десятков метров, родич остановился, начал озираться. Потом, шурша зарослями, приблизился к стене, оплетенной ползучими побегами, которые здесь дотягивались до самого верха кладки, и стал ее ощупывать. Ветки были слишком тонкими, чтобы взбираться по ним, да и держались ненадежно, так что я ждал продолжения. Иди сюда. Я подошел и тоже пощупал стену. Под переплетением стеблей был прислонен стальной лист миллиметров десять толщиной. Тяжелый, массивный. Берись, давай на меня! Вдвоем мы не без труда сдвинули железяку, обдирая стебли, и забирая после каждого рывка. Мне казалось, что шумим на всю округу. Хотя, наверное, звук был вовсе не такой уж громкий. Открылась дыра, небольшая, но пролезть можно. В дыру перегораживали толстенные стальные прутья, стянутые цепями. Я провел рукой по металлу, все изъедено ржавчиной. Цепь скрепляет замок. Дядя вынул ключ и пояснил. «Наши ловкачи здесь лаз устроили. Это еще до меня было». Ну, я нашел, велел закрыть. Только сперва с поличным внесунов задержал. Двоим тогда строгача дали, прогрессивки лишили на полгода, а мне премию. Хорошо бы замок не проржавел. Рассказывал дядя с ноткой нежности в голосе. Ему вспомнить старые времена было приятно. Все эти прогрессивки, строгие выговоры и тому подобное. Потом он стал ковыряться в замке, позвенел металлом, выругался. Наконец замок со скрежетом открылся. Дядя, осторожно придерживая, опустил ослабшую цепь в траву, ухватил центральный пруд, выдернул. Тут уж я отстранил родича и полез первым. Есть вещи, которые наверняка лучше выходят у меня. По другую сторону было пустынно и тихо. Однако здесь нас мог накрыть луч прожектора – так что мы быстренько перебрались под стену здоровенного здания. Я не знаю, как оно называлось на Ремжилдоре, но это был огромный ангар, в котором разгружались прибывающие поезда. Под потолком ездили мостовые краны. Хотя завод простаивал, в этом цеху работа не прекращалась. Грузы-то прибывали. У ворот наверняка стояла охрана, так что мы двинули в противоположную сторону, в глубину заводской территории. За углом дядя похлопал меня по плечу и знаками показал. Туда. Мы побежали за угол, свернули еще раз, еще. Петляли между брошенными платформами, стопами бетонных плит, какими-то причудливыми силуэтами. Потом пробежали под эстакадой, на которой ржавел брошенный кран. Пересекли аллею, усаженную тополями. Ремжелдор это целый город со своими улицами, кварталами и площадями. Вот впереди показались светящиеся желтым окошки. У дверей перемещались тени, я слышал голоса, но слов разобрать не мог. Административное здание, бухгалтерия, проектные отделы и прочее. Ларик успела проработать здесь около года. Дверь была распахнута, и внутрь входили люди. Я разглядел, что одного несут, сам не идет. Может, зашибли кого-то из чужаков, когда метилили под стеной, а может, именно в этого пуля попала. Вот темные силуэты скрылись зданий, хлопнула дверь. Наружного охранника они стали выставлять. Да и зачем? На территории завода эта банда чувствовала себя в безопасности. Мы с Родичем подкрались ко входу. Три покатые, вытертые от времени ступени. Дверь обшита металлом, старая краска облупилась. Лунный свет причудливо играет на шелушащихся чешуйках. Я первым заглянул в забранное решеткой окно. В холле пусто. Подслеповатые лампы в засиженных мухами плафонах заливают помещение тусклым светом. Стол, за которым прежде сидел вахтер, разломан. Куски свалены в угол. От двери по полу тянется влажная темная дорожка, она заканчивается под стеной. Там лежит на боку, спиной к нам, человек в черной куртке. Раненый в стычке охранник, вернее убитый, судя по позе, он лежал неподвижно, откинув руку назад, и кровь уже перестала вытекать. Разводы на полу оставила пропитавшаяся влага и одежда, пока его волокли. Второй мужчина в черном прохаживался по залу. Дядя осторожно прильнул к стеклу рядом со мной. В нашу сторону охранник не глядел, все косился на коридор, уводящий в глубину здания. Должно быть, туда убралась толпа его приятелей. Наконец он решил, что те достаточно далеко, и склонился над мертвецом. Я так и думал, что он захочет обыскать покойного. Поэтому был готов. Сместился к двери, тихонько потянул створку. Не заперто. Бросил взгляд на дядю Сережу. Он кивнул. И я бросился в зал. Охранник, присев на корточки, шарил по карманам мертвого приятеля. Я успел подскочить вплотную, а он только начал приподниматься. Паршивая реакция. В зоне такие долго не живут. Я ударил арматуриной, угодил по загривку. Не очень толовка вышло. Парень рухнул на пол, перекатился. Я шагнул следом и ударил еще. Охранник поднял руку, защищаясь. Тут подоспел дядя Сережа, врезал доской противнику по голове, и тот затих, растянувшись на полу. Рядом россыпью лежала мелочевка, которую он успел вытряхнуть из карманов мертвеца. Сигареты, зажигалка, потрепанный бумажник, пакетик с травяной трухой. Дядя пошевелил тело парня ногой. — Живой, давай свяжем. — Вернуться его кореша развяжут. Он скажет, что мы... Заканчивать я не стал. Добивать беспомощного человека у меня бы рука не поднялась. У дяди тем более. Давай его на улицу, решил Родич. Там сразу не найдут. Я обыскал парня, вытащил макаров, пару обоим. Потом мы связали охранника его ремнем и подвернувшимися веревками подхватили. Благо он оказался тощим и потащили наружу. Вел нас дядя. В метрах двадцати от входа в здание он указал на какую-то будку. Туда мы запихнули пленного. Побежали обратно. Я сунул ПМ за пояс. В зале ничего не изменилось. Старые лампы все так же мигали. Кровь на полу начала подсыхать. Широкая полоса вела от входа к трупу, а в коридор уводила тоненькая вереница темных точек. У одного из тех, кто ушел, продолжала кровоточить рана или ссадина. То ли охранник, то ли один из пленников оставил след. Мы осторожно двинулись в коридор. Здесь было темно и тихо, пахло сухой пылью. Такой запах обычно появляется в заброшенных домах, где никто не появляется месяцами, и застоялся воздух. Я предоставил родичу идти первым. Он знал расположение помещений, а я нет, Дядя шагал в темноте, иногда для проверки тянул ручки дверей. Все было заперто. Так мы дошли до конца коридора, где находилась лестница. Там горела тусклая лампа в желтоватом плафоне, вроде тех, что в зале. Дядя Сережа нерешительно сделал несколько шагов по лестнице и остановился. — Наверху они, что ли? — прошептал родич. — А на лестнице пыль. — В самом деле. Ступени, ведущие на второй этаж, покрывал слой пыли. Туда давно никто не поднимался. Зато я заметил несколько темных капель, подсыхающих на лестнице вниз, в подвал. Кровотечение почти унялось, но следы все еще были заметны. Мы переглянулись. «Что там, дядя Сережа? Большой погреб?» «Там, сынок, сперва технические помещения, а дальше вниз, вход в бомбоубежище. Я ж тебе говорил. И цеха и подземные, и склады. Здесь один из входов. Туда, что ли, людей поволокли? Я не стал отвечать. Осторожно двинулся по ступенькам в подвал. Вот здесь на полу пыли не было. Сюда ходили часто. Три пролета вниз я прошагал уверенно. Потому, что массивные, обитые железом двери на площадках были заперты, и ровный слой пыли перед ними оказался не потревожен. Зато ступени поблескивали в свете тусклых ламп. Верный признак. Здесь частенько ходят. Те, кто поселился на Ремжилдоре, постоянно наведываются в подвал. Вот и еще одна дверь. «Здесь были всякие канцелярские дела», — шепотом пояснил дядя архивы, ну и прочее. А дальше убежище. Убежище. Те самые на случай Третьей мировой. Он промолчал. Мы спустились этажом ниже. Старались ступать потише, но в неестественной тишине отчетливо слышался даже легкий шорох одежды. Тусклое, желтоватое освещение создавало неприятное впечатление. Я почему-то вспомнил исход из слепого пятна зоны. Ко всему вдобавок очередная дверь оказалась очень похожа на шлюзы в том самом подземелье на заброшенном военном объекте. В общем-то неудивительно. Здесь ведь тоже что-то такое связано с армейскими делами и строилось по типовому плану. Но меня основательно пробрало, даже мурашки по спине пробежали. Тяжелая дверь, запирающаяся штурвальным колесом, была приоткрыта. «Не бойся!» – шепнул дядя Сережа. «Оттуда несколько выходов. Если здесь нас запрут, я тебя выведу через цеховые залы или через канализацию». «Да я и не боюсь. Снаряга у нас неподходящая для таких походов». «Ну что, идем?» «Я был бы до чертиков рад, если бы дядя сказал, хватит, увидели достаточно». Но чувствовал, что родича разобрала не на шутку. «Он не вернется», даже если я буду уговаривать. Вот меня легко было уболтать вернуться, а со стариками всегда так упрямые они. Дядя Сережа кивнул, и я первым сунулся в проем. За дверью оказалось темно. Едва-едва различимы были очертания входов в три коридора. Далеко впереди в центральном горел свет. Давно не пользуемся этими подвалами, шепнул дядя. Лампочки никто не менял ли двадцать, а эти разве позаботятся, что им вообще здесь надо? Куда эти коридоры ведут? Вправо и влево к убежищам для рабочих, там бытовые отсеки и технические помещения, вентиляторная склад продовольствия, только консервы давно уже продали. Конверсия, а прямо, прямо к цехам. Ну, я говорил. Там можно производство развернуть в случае войны. Военное, говорю, производство. Небось, туда и не пошли, и двоих уволокли, которых у забора поймали. Сыха. Я представил себе огромные ремжелдоровские помещения, только упрятанные под землю. Дядя рассказывал о них, когда мы сидели за столом. Однако одно дело слушать байки подвыпившего старика, и совсем другое, когда находишься здесь, в темноте а над головой многометровая толща грунта и армированного бетона. Но делать нечего. Мы двинулись по центральному коридору, к желтоватому свету, и, клянусь, с каждым шагом на душе становилось все поганее. Однажды сталкеру Петрову стало грустно. «Хоть бы кровососа какого встретить?» – подумал он. «Пообщаться!» Тьфу! Что за мысли в голову лезут? Не надо нам кровососов!» Лампочка горела перед очередной дверью. Эту также не заперли. В проеме было темнее, чем снаружи. Но все-таки некоторое освещение там угадывалось. Когда мы вошли, оказалось, что освещение очень даже ничего. Я мог различить клепанные металлоконструкции, поддерживающие свод и мостовой кран. Прямо перед нами застыла крюковая подвеска. С крюка свешивались тросы, на них лоснилась смазка. Пол довольно чистый, здесь никогда не работали по-настоящему, однако краном, похоже, пользовались. Я разглядел на полу несколько влажных пятен, присел и мазнул пальцем. Возможно, кровь. Значит, мы на верном пути. У меня возникло странное знакомое ощущение. Очень похоже. Похоже. На что? Я никак не мог определить, что именно напоминает мне этот подземный цех. Что-то такое витало в воздухе, что-то неприятно узнаваемое. И когда я расслышал тихий писк, едва не подпрыгнул. Звук исходил из нагрудного кармана. Дозиметр, смонтированный в ПДА, подавал голос. Я вытащил приборчик и привычно защелкнул на запястье. Радиационный фон здесь повышен. Не настолько, чтобы опасаться за здоровье, но все же прибор зафиксировал изменения. Спутникового сигнала, разумеется, не было. Толща над головой надежно экранировала. Но все прочие системы моего компа работали исправно. Так что же это я ощутил? Неужели радиацию? Может, я мутант и чувствую незначительное повышение фона раньше, чем прибор? Странное дело, в зоне ничего подобного не случалось. Во всяком случае, я вполне отчетливо чувствовал, как из глубины подземного лабиринта, веет чем-то удивительно знакомым. Вот только не мог подобрать слов, чтобы описать, что это такое меня тревожит. Тут из противоположного угла цеха донеслись голоса, стук шагов и прочие звуки, свидетельствующие о приближении группы людей. Ни в коридоре, ни на лестнице укрытий не было. Так что мы бросились в сторону, обогнули штабеля продолговатых ящиков высотой больше метра и присели за ними. Я отключил звук ПДА, чтобы писк дозиметра нас не выдал. Голоса раздавались все отчетливее. Люди приближались. Я замер, прислушиваясь. Шаркают подошвы, голоса громче. Слов не разобрать, но манера это такая расслабленная, интонации вполне мирные. Так беседуют давно знакомые, когда нужно просто скрасить дорогу. Ни о чем, без цели беседует. Вот они уже совсем рядом. Тут кровосос пацану и говорит. Отпусти, я тебе три желания исполню. Ха-ха, ну а тут что? А тот говорит, первое желание, чтобы у вас мутантов вообще в зоне не было. Хлоп, и не стало кровососа. Пацан в затылке чешет. Вот же хрень. И кто мне теперь еще два желания исполнит? Несколько человек рассмеялись. «Да, сложал пацан-то!» «Ну, в натуре! Надо было это желание под конец. Сперва бабок бы пожелал. Бабок и баб. Точно!» Выглядывать я не стал. Человек шесть мимо прошли, может больше. И мне очень не понравился их фольклор. Почему эти пацаны травят анекдоты о зоне и кровососах? другой ситуации меня бы заинтересовало, почему именно кровосос исполняет желание. Он же не джин, в конце концов. Эта роль скорее бы контролеру подошла. Но сейчас куда больше озадачивала, почему именно здесь, на таком расстоянии от зоны. Это же большая земля. От периметра нас отделяет. Верных километров 110. Когда шум голосов стих, я приподнялся. Дядя Сережа, а отсюда какие-нибудь подземные ходы идут. Я имею в виду такие, что далеко, на десятки километров. Нет, сынок, это вряд ли. Дядя еще что-то говорил, вспоминал старые добрые времена, когда строили на века, не то что нынче. Но я не слушал. Разглядел маркировку на ящике, одном из тех, за которым мы укрылись. Желтый круг с черными треугольниками острием к центру знак радиационной опасности. От неожиданности я охнул, перебив дядины разглагольствование. Что? Что-то не так? Видишь этот знак на ящиках? Разве Ремшелдор имел дело с радиоактивными материалами? Нет, никогда. Если что, Вера бы знала. Послушай, я вот что думаю. Эти-то наверх подались, значит, нам вперед надо. Я кивнул. Что ж, логично. Сейчас пацаны поднимутся на поверхность, станут искать пропавшего часового. И если сумеют найти... Такая штука. В зоне этого бандюка следовало прикончить. Стал бы кто с таким отребьем возиться. К тому же, в зоне мы все вооружены. Попадись, бандит, в него бы стреляли, а не доской по морде. В общем, дядя прав, нам следует двигать глубже в подвал. Тем более бандиты убрались, значит дальше будет безопаснее. Мы пошли по тихому, полутемному цеху вдоль небрежно уложенных штабелей. Теперь я присматривался к маркировкам на стенках ящиков. Кое-где встречались те же черно-желтые значки радиоактивности. Еще были другие, на них я разглядел оранжевый квадрат, повернутый на 45 градусов, с черной каймой и цифрами. Дядя Сережа пояснил, взрывчатка — ничего себе сочетание. Когда я поинтересовался, как такое количество тяжеленных ящиков спустили сюда, он ответил, — есть грузовые подъемники, а по цеху краном растаскивали. Дело несложное. И я усомнился. Для пацанов в черных куртках любое дело сложное. Если взрывчатка, то малейшая ошибка и привет. Возможно, в этих ящиках только какие-то компоненты. Кто их разберет? Потом мы вышли к узкоколейке. Родич пояснил, что вагонетки как раз и заезжают в подъемник. А еще на них можно перевозить грузы между цехами. Пересекли цех, прошли по широченной галерее, посередине тоже бежали рельсовые пути. Затем начался еще один цех, но отделяющие его ворота были наполовину закрыты. И снова слой нетронутой, слежавшейся пыли указал нам, что туда редко заходят. Дядя провел меня по другим галереям, не таким широким, и после нескольких поворотов мы снова оказались у лестницы. Еще один спуск. Лампы попадались достаточно часто, и вокруг стояла удивительная тишина. Совсем не похоже, что внизу кто-то есть. Однако братки возвратились без пленных мы двинулись по лестнице вниз. И странное ощущение, которое я не мог описать словами, усилилось. Жутью веяло из глубины подвалов под заводом, знакомой глухой жутью. Через два пролета вошли в коридор, который, в отличие от производственных помещений выше, размерами не поражал. Довольно тесный коридор с низким потолком. И темноватый, всего пара тусклых светильников. Метров пятнадцать потом распахнутая дверь, и мы оказались в темном зале. Потолки здесь были также невысокие. Стена слева продолжала стену коридора, а та, что справа терялась в темноте. Подядиной ногой что-то хрустнуло, и он нагнулся и тихо ахнул. Я присел рядом, и вот тогда-то меня проняло по-настоящему. На полу валялись кости разрозненные фрагменты человеческого скелета да пожалуй не единственного когда глаза привыкли к темноте и разглядел в стороне череп потом еще и еще о хо хо донеслось из мрака кто слышал как воют слепые собаки никогда уже не спутает и голос ни с чем я был бы рад ошибиться, но вой подхватил другой пес а за ним и третий что это тревожным шепотом спросил дядя сережа я набрал полную грудь воздуха медленно выдохнул и только потом объяснил что это многословно подробно в деталях и красках со всякими эпитетами «Святые мутанты я кажется объяснял минут пять и ни разу не повторился ты бы не так шибко ругался что ли протянул родич слегка растерянно по-человечески разве сказать не можешь? По-человечески. По-человечески этого не скажешь. Это дядя Сережа, зона. Зона глядела на меня из темноты подземелий. Зона дышала на меня. Я чувствовал ее дух. Это она заставляла меня нервничать. Я ощущал ее не зрением и не слухом, а тем самым шестым чувством, которое отличает сталкера от приличного человека. Чем ниже и дальше мы забирались в Ремжелдоровские бомбоубежища, тем сильнее делалось чувство зоны. И что теперь делать? На выходе вооруженные бандиты. А где-то впереди? Что там? Возможно, пленники, а может быть и разгадка всех секретов этого подземелья. Меня очень вдохновляла беспечность, с какой держались бандюки. Будто не из зоны выходят на поверхность. Может, там ничего опасного? Не раздумывая больше, я двинул по галерее, осторожненько, стараясь не наступить на кости, живописном беспорядке, разбросанной по полу. Так, наверное, Робинзон Крузо шагал по берегу, на котором пировали людоеды. Он знал о существовании дикарей теоретически и вдруг столкнулся со следами их присутствия там, где никак не ожидал. Вот и я также много чего знаю о зоне но совсем не ожидал наткнуться на ее приметы в бомбоубежище под Мирным Кольчевском. А уж какие мысли ворочались в голове у дяди, не берусь судить. Я велел ему держаться позади и не делать резких движений. Коридор, по которому мы шагали, был довольно узкий. Вправо и влево от него уходили ответвления. Путь скупо освещали редкие лампы. Боковые проходы были погружены в темноту. Сделав дяде знак оставаться на месте, я на пробу сунулся в один. Сделал несколько шагов и замер в кромешной темноте. Впереди что-то смещалось и ворочалось. Я различал живое дыхание, сопение довольно крупного существа. Иногда металлическое звяканье. Почему-то в голове возникла картина зоопарка. Звери за решетками и стальными сетками. «Сынок!» – тихо позвал дядя. «Ты слышишь?» говорят впереди. Я вернулся в центральный проход и прислушался. Вроде бы в самом деле различаю мужской голос. Мы с удвоенной осторожностью пошли по коридору. На самом деле отмахали-то совсем немного, метров двадцать с небольшим. Но в подобных местах волнение может сыграть шутку с чувствами. Мне уже начало казаться, что я иду по бесконечно длинному туннелю. Тишина здесь не была абсолютной. Какие-то шорохи, скрипы и постукивания доносились из боковых проходов. И голоса впереди становились все отчетливее. А на полу то и дело попадались кости. Приходилось шагать осторожно, чтобы не наступить, не наделать шума. Наконец мы достигли ответвления. Теперь стало понятно, что говорят справа. Это ответвление, в отличие от прежних, не было погружено в темноту, по стенам ползали отблески, будто в клубине прохода стоит человек с фонарем и медленно двигает им. все Хурылев, ты взорвался, с одышкой сипел знакомый голос. Меня будут искать, найдут. Не найдут, гудил со странными интонациями другой мужчина. Он растягивал гласные, будто разговаривал с линцой неохотно. До сих пор никого не нашли. Сколько вас здесь уже побывало? Эти пропали как бы случайно. Солдатики в самоволке, строители. И вовсе на птичьих правах были. С назойливой настойчивостью гудела дышливый. А я здесь ради тебя. Делай выводы. Ну, Хурылев, я знаю, тебе трудно думать. У тебя вдалеке от зоны ломка. Но ты уж напрягись, сделай выводы, наконец». Меня будут искать не вслепую, а именно здесь. Понимаешь? Именно на Ремжелдоре. Пусть ищут. Упрямо пробурчал низкий голос. А если найдут, ну что ж, тем быстрее все произойдет. Бабах и все. Хурылев, отдумайся. Сипло заговорил мягче. Здесь же люди. И потом ты погубишь своих зверушек. Сам первым сдохнешь клянился третий голос, молодой, с плаксивыми интонациями. «И нам кранты, и ты не уйдешь. Давай лучше по-хорошему». «Хурлев, я не блефую», — перебил Сиплый. «Меня будут искать. Последний раз повторяю. Ты же видел мои документы. Ну, подумай, что ли. Пойми, я здесь не случайно». «Вот и расскажи мне, что искал», — оживился Хурлев. «Давай, давай, расскажи, тогда я решу». Собеседники играли в непонятную мне игру. Похоже, оба трусили и оба запугивали друг друга. Но козыри-то были на руках у ремжелдоровского хозяина. Во всяком случае сейчас. Что там у Сиплова в рукаве? Какие джокеры? Пока они прирекались, я осторожно крался, прижимаясь к стене, медленно по полшага. П.М. отобранного охранника держал наготове. Ты допрыгался, Хурылев! Ну хорошо, давай рассудим спокойно. Люди пропали, пропали. Я не солдатики и не бригада шабашников. Ты только о них знаешь, хуролеза говорил чуть быстрее. А здесь много народу. Побывало. Значит, ты плохо осведомлен. Говори дальше. А дальше грузы. Мы проследили, что поступает на ремжилдор. Левые накладные, мнимый порожняк. Все сходится здесь. Теперь я был у поворота. Передо мной огонь фонаря скупа освещал стальную сетку, которая отгораживала часть подвала. Коридор раздваивался, и сетка тянулась в обе стороны. Пленники, конечно, находились за оградой. Сейчас они отошли влево. Там же стояли Хурылев и плаксивый парень. Похоже, оба с фонарями. Пятна света как будто скользили не Невлад. Врешь! Если бы проследили, то ты бы сюда пожаловал не ночью с одним помощником, а с группой захвата. Ну а тогда бы я пух, и вся ваша операция закончилась бы вместе с этим городишком. Смех у Хурылева был странный, натужный. В ответ, где-то в соседних отсеках, подали голос псы, стали подвывать, добежать сетками. Должно быть, бросались на ограду. Потом я разобрал отрывистый какой-то рваный вой. Звуки грызни, возбужденные хищники сцепились. Началась свалка. Этим тварям много не надо, чтобы рассверепеть. Особенно, если запереть их в тесном помещении и держать впроголодь. Я решил, что лучше случая не будет, и выскочил из-за поворота. Мне казалось, что все должно получиться просто. Я атакую, я вооружен, те двое на свету и стоят неподвижно. Нападение они ждут. С такого расстояния даже слепой не промажет. Разумеется, все пошло не так. Обычно подобное и происходит, когда уверен в исходе. Во-первых, выяснилось, что Курылева сопровождают двое, а не один. То есть противник в полтора раза многочисленнее. Во-вторых, с фонарями в самом деле были двое, а у третьего на плече висел автомат. Оружие он держал удобно под рукой. Я, разумеется, сразу начал стрелять. Первым срезал того, что был ближе ко мне. Хоть здесь все прошло удачно. Пуля попала в голову, парень рухнул, сбрыкнув напоследок конечностями. Фонарь врезался в стену и погас. Следующим на линии огня стоял Хурылев. Он отшатнулся и выронил фонарь. Сразу стало темно. Я не смог определить, попал или нет. Во всяком случае, он упал. Зато автоматчику теперь был открыт обзор, и он, недолго думая, длинно засадил в мою сторону. Я бросился на пол, в падении выпустив остаток обоймы. Неожиданности не закончились. Дядю Сережу осенила блестящая мысль сунуться в перестрелку. Хотя вооружен он был лишь обломком доски. Я, лежа на полу, лягнул родича. Дядя, матерясь, упал и в полете швырнул свою деревяшку. Разумеется, не попал. Автоматчик выпустил еще одну длинную очередь. Пули прошли верхом. В темноте стрелок не видел нас и полил на уровне груди. Последние пули ударили в потолок. Одна трикошетила, цокнула о пол в опасной близости от меня. Как обычно, когда пальба идет в тесном помещении, грохот стоял оглушительный. Вокруг посверкивали искры, выбитые пулями, которые ударялись в бетон. В общем, я на время отчасти потерял ориентацию. Лежа в неудобной позе, совал обойму в рукоять, никак не мог попасть. И ждал, что вот-вот автоматчик снова начнет лупить длинными. Но тот не стрелял. Я слышал хрип, звуки ударов, скребущий шорох. В слабо освещенном коридоре колыхались тени. Когда я наконец сумел перезарядить Макаров, Глаза привыкли к полумраку. Теперь я видел, что происходило в коридорчике. Хурылев исчез. Думаю, он отполз на четвереньках и выскочил в центральный коридор. А тот парень, которого я застрелил первым, не подавал признаков жизни. Третий противник прижался спиной и крупной очеистой стальной сетки, которая отгораживала большую часть помещения. Стрелять он не мог потому, что один из пленников умудрился просунуть руки сквозь сетку ухватить автомат за ствол и притянуть к ограде вместе с владельцем. Пленник был парнем крупным, так что бедняга-автоматчик скреб ногами по полу и никак не мог вырваться. Должно быть, отшатнувшись, когда доска полетела в его сторону, он оказался спиной к пленным, ну и попался. Дядя Сережа встал на четвереньки и поднял фонарь. В лучи света я увидел, как стрелок, пыхтя, старается выползти из-под прижимающего его к сетке автомата. Этим он лишь ухудшил ситуацию. Плены сдавил его шею. Я поднялся и сделал шаг. Стрелок Хурылева рванулся из последних сил. Державший его парень разжал одну руку. Автоматчик вылетел из объятий. С размаху ударился о стену, развернулся ко мне. И тут я начал стрелять. Первые пули угодили в грудь, отшвырнули человека на пол. Я продолжал нажимать на спусковой крючок. Нервы сдавали, я давил снова и снова, даже после того, как выпустил всю обойму. Отовсюду неслись лай, забывание, хриплые стоны мутантов. Отоприте нас! Сиплый повысил голос, чтобы перекрыть шум, поднятый дьявольским зверинцем. Дядя Сережа повел фонарем, и я узнал обоих арестантов. Мои попутчики по электричке. Мы вместе приехали в Кольчевск. Здоровяк, сумевший обезоружить бандита, сержант. А второго, который попросил отпереть, я видел в кафе Снежинка. У того ключи и должны быть, здоровенный сержант указал на парня, которого я уложил вначале. Руки так и остались просунуты в ячейки сетчатой ограды. Я заметил кровь на его лице. Сержанту рассадили кожу на голове, когда брали. От усилий корочка на ране лопнула и поверх засохших подтеков полило снова. Дядя перевернул труп, вывернул карманы. Луч его фонарика заплясал вверх-вниз в темноте, звякнул металл. А хор мутантов все не думал униматься. Звери выли и рычали, дребезжали стальные сетки. Звук доносился из дальних коридоров, отражался от бетонных стен, от низких потолков, накладывался и умножался эхом какофония получалась дикая. Из-за этого я нервничал еще сильнее. Дядя Сережа, наверное, волновался и больше того, поэтому мучительно долго попадал ключом в замочную скважину. Наконец замок лязнул, со скрежетом распахнулась дверь. «Старший следователь Шацкин!» – будничным тоном представился толстяк, потом добавил «Петр!» «А это сержант Иващенко!» — говорил он с одышкой. В груди его что-то сипело и булькало. Возможно, в спертом воздухе подземелья этому увольню трудно дышалось. Сержант дернулся раз, другой. Я только теперь догадался, что его ручища застряли. Ничего смешного. Парень, может, там всем жизнь спас, когда втиснул мускулистые конечности в узкие сегменты сетки. А теперь вон застрял, не может освободиться он тянет, а сетка мягко прогибается. «Сергей Щелоков», — назвался дядя, — «пенсионер». «Эй, парень, ты на шаг отойди». «О, еще раз. Теперь тяни и прокручивай, прокручивай». В темноте за сеткой зашуршала одежда, с треском пополз рукав. Ячейки со скрежетом терлись друг от друга. Наконец парень сумел высвободить одну руку, уперся. «Вы, Петр, старший следователь, чего?» – поинтересовался дядя. «Какой службой?» Толстяк не ответил. Он прислушивался, склонив круглую голову на бок. Наконец бросил. «Идут!» «Похоже, слух у старшего следователя просто феноменальный. Кто идет?» «Эти, сверху!» «Хрылев вызвал!» «Сержант, к лестнице!» «Остановить!» «Есть!» Здоровяк которому все-таки удалось освободиться, схватил автомат, с лязгом и шорохом выгреб из карманов мертвеца запасные рожки. Я вспомнил, что у меня остается последняя обойма, и с запозданием сообразил, что не подумал об другого мертвеца. Но оказалось, старший следователь неизвестно чего уже успел распорядиться трофеями. Пистолет парня, которого я застрелил первым, был у него. Шустрый дядечка. Тем временем Иващенко потопал к выходу. Шацкин направился в противоположную сторону. К нам он не обращался. Но я двинул следом. Мне казалось более важным добраться до Хурелева. Задержался я только для того, чтобы снять запястье одного из покойников ПДА. Точно такой же, ки носят сталкеры в зоне. Спутниковый сигнал под многометровую толщу перекрытий, понятное дело, не доставал но на экране в пассивном режиме светилась карта коридоров. Наверняка именно наш уровень. Ничего сложного. Осевой коридор. Справа и слева широкие залы. Теперь их отгораживала сетка. А за сетками подвывали псы. Я различал кабани виск. Это глухо ухала псевдоплоть. Зверинец. Впереди раздались автоматные очереди и слабые крики. Этот шум, похоже, вдохновил зверей мутанты взвыли с новой силой и принялись бросаться на сетки. К реву визгу прибавились удары, которые сопровождались дребезжанием металла. Я догнал старшего следователя. Тот сопел, отхаркивался, но двигался вполне шустро. Мне хотелось на ходу задать пару вопросов. Благо стрельба стихла. Но тут и сзади застучали автоматные очереди. Сержант встретил бандюков. Звери ошалели окончательно. Теперь они бесились по-настоящему. Я прибавил шагу и обогнал Шаскина. Кое-какие догадки стали появляться в голове и без объяснений следователя. И когда я все понял, сбился с шага и тихо выругался. А ведь этот Хурылев хочет зону создать. Еще одну в Кольчевске. Зону бис, так сказать. Потому и завладел заводом подвал переоборудовал, привез сюда мутантов. И может он не один такой, может новый владелец завода, лишь часть большого плана, элемент мозаики, о которой я понятия не имею. Ведь не маленький же Кольчевск, цель крупной игры. Святые мутанты, во что я вляпался? Кто и какую партию здесь разыгрывает? Справа от нас послышался совсем уж оглушительный грохот а потом и топот, громом отдававшийся в узких коридорчиках. Я отпрыгнул назад. В галерею вылетел под свинок. Это был мутант, совсем молоденький. Он вырвался на освещенное пространство, копыта проехали по гладкому бетонному полу. Из-под разъезжающихся лап полетели кости. С треском развалился под ударом череп. Кабана занесло. Он врезался в стену. Я был готов и, аккуратно прицелившись, всадил две пули ему в висок. Под свинок заверещал, падая. В боковом проходе отозвался другой кабан. Но их вопли потонули в лае и вое, которые неслись отовсюду. «Скорей!» – выдохнул Шацкин. «Если эти вырвались, то и другие тоже». Я надеялся, что псы не сумеют разломать решетку. Они все-таки помельче – но он насчет скорей был вполне согласен и припустил бегом. Следом пристроился дядя Сережа, а старший следователь безнадежно отстал. Слева раздался шорох, я бросился в бок, припадая на колено, но звук смолк раньше, чем я понял его причину. В этой клетке были люди. В полутьме я не мог разобрать подробности, понял только, что все за решеткой мертвы расстреляны в упор. Безжизненное тело сползло по сетке, в которую умирающий вцепился из последних сил. Навстречу мне вяло растекалась темная лужа. Слабый свет отразился от вязкой поверхности. Здесь Хурылев задержался, чтобы прикончить узников. Мы слышали выстрелы и крики. Я рванулся по боковому коридору, потом выскочил в центральный освещенный проход и снова возглавил наш забег. На ходу успел бросить взгляд на карту, которая светилась на экране ПДА. Похоже, впереди конец коридора. Я не считал развилки, которые мы успели миновать. Но пора было этому коридору закончиться. И верно. Впереди показалась дверь. Я подскочил к порогу и отпрянул вправо. Дверь выглядела слишком хлипкой, чтобы служить защитой от пули. Подбежавший дядя Сережа замешкался. Я ухватил его за рукав, притянул к себе. Загрохотал автомат, и дверь расцвела пулевыми пробоинами, сквозь которые полился свет. Шаскин выругался, упал на пол, но орал неэнергично, скорее просто с досады. Его пули не задели, сам свалился. Хуреле выпустил еще несколько очередей. У этого гада за дверью, похоже, целый арсенал. Снова загрохотал автомат, уже другой системы тем звука иной. Второе оружие оказалось помощней. Дверь разваливалась под огнем, летели щепки, обломки досок. Грохот пальбы заглушил вой подземного зоопарка. Шацкин, прижимаясь к стене, скинул пистолет и выстрелил дважды. И тут же нырнул в бок под прикрытие бетонной стены. По краю извеченной двери побежала новая дорожка светящихся отверстий. Я стоял с другой стороны и воспользовался моментом, чтобы ударить ногой ниже ручки. Хрустнуло, но замок удержался. Пулевые отверстия устремились ко мне, патроны в рожке закончились, выстрелы смолкли, и я врезал снова. Покореженная, изрешеченная как сито дверь развалилась на куски. Шацкин выстрелил еще дважды и бросился к светлому проему. Возможно, ему было видно сквозь разбитую дверь, что там внутри. Он не успел добежать. Снова загрохотал автомат, но за секунду до этого толстяк рухнул на бетон и остаток пути проехал на пузе. Он врезался в обломки двери плешивой макушкой и влетел внутрь вместе с кусками створки. Выставив ПМ, я выстрелил наугад. Шацкин тоже открыл огонь. Потом прекратил сжимать спусковой крючок автомат не отвечал. И я рискнул заглянуть. Квадратная комната была по периметру уставлена металлическими шкафами. Дверцы некоторых оказались распахнуты. В центре стоял стол. На нем светилось нечто похожее на электрический светильник. Еще в углу валялись матрас, груды темного тряпья, какие-то ящики, картонные коробки. Пол был завален бумагами. Но я не глядел по сторонам. На столе влажно поблескивали стволы автоматов. Пять штук. Показалось в руках Он спрятался позади стола и теперь нащупывал оружие. Я выстрелил. Рука исчезла. Еще я успел подумать, что для такого большого босса парень трусоват. Но выяснилось, что рука, шарящая по столу, была отвлекающим маневром. Хуролев выкатился из-за прикрытия с автоматом в руках и тут же начал стрелять. Я отпрянул. Пули выбили бетонную крошку из стены. Грохот автомата вплес отрез пистолетных выстрелов, а потом пальба стихла. Длинно застонал на полу Шацкин. Я бросился внутрь, перепрыгнул через распростертого за порогом толстяка и остановился. Хурылев лежал, откинув руку. Палец замер на спусковом крючке. Теперь я рассмотрел, что он полил по нам из ТРС-301. Шацкин снова застонал. Краем глаза я видел, что под ним расплывается темная лужа. Старший следователь зажимал рану на плече. Как бы там ни было, стрелял он отлично. Две пули угодили Хуралеву в грудь. Но я все это увидел мельком. Взгляд был прикован к светильнику на столе. Необычный абажур, череп. Крупной, несимметричной, странной формы череп какого-то мутанта. Породу я определить не мог, но это был хищник. Зубы выглядели очень зловеще. Под костяным сводом вспыхивал свет, не электрический. Цвета я не мог определить наверняка, но яркие вспышки следовали одна за другой с неравными интервалами. Лучи вырывались сквозь глазницы и между челюстей. Хурылев -э лежал неподвижно. Кровь толчками выплескивалась из отверстий груди. Вдруг он резко сел. За оружие хвататься. Этот живучий гад уже не пробовал. Но я разглядел в его руке плоскую черную коробку с кнопкой. Наверное, кнопка была красная. Терпеть не могу всяких коробок с кнопками. Если кнопки имеют хотя бы теоретическую возможность оказаться красными. Вот и эту коробку я сразу не взлюбил. Поэтому скинул ПМ. И выпустил остаток обоймы, целясь в руку Хуралева. С такого расстояния не промазал. Пуля угодила в запястье. Хуралев выронил коробку. Зато другой рукой потянулся к винтовке. У меня патроны закончились. Зато успел перезарядить оружие Шацкин. Я почти завороженно глядел, как Хуралев медленно-медленно тянется к прикладу автоматической винтовки. А пистолетные пули входят в его тело. Они ложились кучно, в левую сторону груди. Всякий раз из раны выплескивалась темная струйка. Пиджак сделался мокрым, блестящим от крови. Сидящий на полу странный человек дергался, но даже выпущенные в упор пули не могли его свалить. Последнюю Шацкин всадил ему в лоб. И тут, наконец, хозяин Ремжелдора завалился на спину. Пальцы скребли бетонный пол, оставляя темные полосы. Я подскочил, я отшвырнул ТРС-301 ногой, но Хурылев окровавленный, с дыркой посередине лба и закатившимися глазами продолжал шевелиться. Только теперь я осознал, что происходит, и вот тут-то стало страшно. Прежде у меня не было времени испугаться, а теперь... Особенно жутко выглядело залитое кровью лицо Хурылева с бельмами вместо глаз. Я схватил со стола калашников и раздробил очередью руку мутанта. «В лицо не стреляй!» – бросил старший следователь, едва стих грохот калаша. «Нам его еще на опознание!» Дядя Сережа опустился на пол рядом с раненым Шацкиным, помог сесть и стащить пиджак с пробитого плеча. Я, шурша устилающими пол бумагами, подошел к столу, отыскал среди оружия пакет бинтов и бросил дяде. Тот поймал, а я двинулся вдоль металлических шкафов, Некоторые были заперты, а те, что открыты, большей частью пусты. В комнате хранили запас консервов, несколько армейских аптечек, еще я нашел патроны и пару бутылок водки. Кое-что из сталкерского снаряжения, рюкзаки, спецконтейнеры, прибор ночного видения, ноутбук в потертом и сцарапанном корпусе. Ничего особенного, ничего такого, что могло бы объяснить происходящее, я возвратился к столу и склонился над черепом. Осторожно! крикнул с пола старший следователь. Контейнер его! Руками не трогай! Я заглянул сквозь глазницу. Внутри черепа мерцал и вспыхивал кристалл, не кристалл. Больше всего эта штука напоминала артефакт. Но таких прежде я не встречал бросил взгляд на ПДА и убедился, что радиационный фон не представляет опасности. Но на всякий случай решил послушать Шацкина. Взял контейнер и вытряхнул странный артефакт туда, не прикоснувшись пальцами. «Какого он цвета?» – я произнес вопрос вслух, никому конкретно не обращаясь. Ответили оба. «Зеленого». Мы помолчали, прислушиваясь к завываниям подземного зверинца. «Нужно выбираться», — сказал наконец Шацкин. «Помоги, пенсионер». Он поднялся, опираясь на руку дяди Сережи, проковылял к столу, перевернул один ствол, другой, наконец выбрал калаш. Я дал ему пару рожков, которые отыскал в шкафу. Дядя тоже взял АКМ, а я поднял винтовку, из которой стрелял Хурылев. Заодно проверил карманы покойного владельца Ремжелдора и стащил с его руки ПДА. «Компьютер мне», — скомандовал Шацкин. «И контейнер тоже». «Ты не больно-то руководи», — сухо заметил дядя. «Шацкин, я бы хотел услышать пояснение». Присоединился я, протягивая контейнер. «Что это за артефакт?» Старший следователь не ответил. Он оглядывал комнату, будто хотел найти еще что-то. Мы ждали. Наконец толстяк произнес. Если удастся, тщательный обыск проведем позже. А эту штуку нужно обезвредить. Подними-ка. Я осторожно взял коробочку с подозрительной кнопкой и отдал следователю. От черного корпуса под стол тянулся витой провод. Сперва я этого не заметил. Толстяк осмотрел коробочку и вернул мне. «Одной рукой неудобно, боюсь уронить», — пояснил он. «Открой только осторожно», и кнопку, кнопку не трогай. Этой штукой управляется детонатор. Открывал соларчик просто. Внутри было некое электрическое устройство. Подчиняясь указаниям Шацкина, я вытащил батарейку, самую обычную, пальчиковую, на полтора вольта. Отсоединил несколько проводов. Попутно пришлось объяснять, что я дальтоник, и мне без толку называть цвета изоляции. Наконец, Шацкин счел, что эта штука обезврежена, и мы двинулись к выходу. По дороге толстяк стал рассказывать, как угодил в подземелье. Говорил он урывками, поминутно замолкал и, склоня голову на бок, прислушивался. Послушать было, что рев и завывания стали куда разнообразнее, да еще перемещались. Похоже, части мутантов удалось освободиться. Возможно, вырвавшиеся из загона кабаны, бросились на запертых тварей и проломили заграждение. Так что мы шли медленно, замирая у каждого перекрестка. «Меня откомандировали сюда», — рассказывал Шацкин, — «потому, что пропали двое рядовых. Пацаны непростые, они раньше периметр охраняли. Там вышла нехорошая история. Прапор, их командир, оказался взяточником. Ну, дело раздувать не стали, прапору впаяли четыре года». «Усаченко!» – ляпнул я и тут же прикусил язык, перехватив настороженный взгляд следователя. «Точно?» «Я знаком с журналистом, который эту историю раскопал. Ему статью так и не дали опубликовать. Не знаю, как это прозвучало, но говорил я, в общем-то, чистую правду, хотя и не всю. И не дадут ничего публиковать, потому что есть решение замять дело», Пацанов рядовых, которые дали против Усаченко показания, даже судить не стали. Просто перевели сюда от греха. «О-хо-хо!» – прозвучало совсем рядом. Мы остановились, вскинули автоматы. Псину, вылетевшую из-за поворота, тройная очередь отшвырнула обратно. Оказалось, что за псом гнался кабанчик. Этот ворвался под пули, завизжал, обливаясь кровью. Лапы его подломились, мутант упал. Все твари в этом зверинце были молоденькие. Да матерый кабана не развернулся бы в таком лабиринте. Вот, как ни в чем не бывало, продолжал следователь, перезаряжая автомат. Пацаны пропали. То ли дезертирство, то ли кто-то решил с ними здесь счеты свести. Ну, мало ли, мы решили расследовать. Завели дело не о дезертирстве, а о пропаже. Я съездил в Чернобыль-7, привез сержанта, который с ним служил. Сержант со мной здесь был, Иващенко Павел. Потом мы прошли мимо клетки, где Хурылев расстрелял людей. Оттуда доносились звуки грызни, чавка, не треск. Слипые псы пробрались за решетки и устроили пиршество. Это ответвление коридора. Мы миновали короткими перебежками по очереди, держа под прицелом темный проем. Зря беспокоились. Псы увлеклись едой и не обратили на нас внимания. — Ну, сержант пошлялся, с местными переговорил, — продолжал Шацкин, когда мы прошли большую часть коридора. — Кстати, он мне и подкинул мысль. Эти двое пропавшие баловались наркотиками. А говорят, в зоне особая конопля, термоядерная. Кто на ней поторчал, другой не захочет. И вот вроде бы у Ревжелдоровского забора как раз такая конопля и произрастает. «Здесь фон слегка повышен», – вставил я, – «ящики в цеху». «Разумеется». Шацкин не был удивлен моим сообщением. «В ящиках контейнеры схоят. Сухое хранение отходов ядерного топлива. Слыхали о таком?» «Думаю, с Южноукраинской АЭС подвезли. Но нас поначалу интересовала конопля». Мы с Иващенко пошли ночью посмотреть. Дальше мы видели, перебил дядя, как вас скрутили. Только врешь ты, Шацкин. Ты о радиоактивных грузах уже тогда знал. Просхоят, вот этот, вот давно знаешь, получается. И еще чем-то там Хурылева пугал. К этому времени мы достигли конца прохода. Или, вернее, начала. Дальше была лестница наверх, в подземный цеха. У порога на полу возилась темная груда, доносилось чавканье и порыкивание. В тусклом свете я разглядела блезлую шерсть на боках слепых псов. Дядя Сережа опередил меня и первым открыл огонь. Один пес рухнул, другой вскинулся, но его срезали пули моей винтовки. Шацкин не стрелял, он развернулся и дал короткую очередь вдоль прохода. Должно быть, твари показались и там. Я не стал оглядываться. Коридорчик узкий, один автоматчик его надежно контролирует. Мы бросились к лестнице. По дороге я разглядел, что псы терзали труп сержанта. Верзили и Ващенко не повезло. Скорее всего, он был убит, либо серьезно ранен в перестрелке. Ну, а потом псы вырвались из клеток железную дверь ведущую на лестничную площадку мы заперли за собой я провернул штурвал теперь сами подохнут бросил шацкин мутанты долго не могут вне зоны а как же до сих пор а вот эта красивенькая штучка излучала какую то дрянь пояснил шацкин при этом он шевельнул плечом, которая пересекала лямка рюкзака и поморщился рану разберидел я догадался, что он имеет в виду зеленый фосфорцирующий артефакт. Сейчас это чудо было упрятано в рюкзак, который Толстяк присвоил в комнате Хурылева, чтобы сложить трофеи. Нагрузился Шацкин знатно. И ноут, и ПДА Хурылевский, и контейнер. Артефакт это или еще что, не знаю. Но в сочетании даже с небольшой дозой радиации, его излучение вполне успешно имитирует зону. «Вторая зона», — догадался я. «Точно!» «Они взорвут контейнеры, схуят наверху, в подземном цеху. Радиоактивная пыль разнесется на сотни километров. Ее подхватит ветер. Ну, еще потребуются эти зеленые штучки. И выйдет зона». Шацкин замер, прислушиваясь. Я тоже остановился и придержал дядю. Слух толстяка я уже успел оценить. И теперь готов был ему доверять но Шацкин, успокоившись, продолжал. Перекрытия под цехами мощные, даже очень сильный взрыв их не проломит. Такие плиты вполне его выдержат. Потом отсюда выпустят мутантов. Одного артефакта, конечно, маловато для создания второй зоны. Нужно еще. Так что они не успели довести дело до конца. Оставалась последняя фаза. Доставить эти штучки. На лестнице нам попались два бандита в черных куртках. Оба были мертвы, сержант застрелил. Наверное, остальные убрались сами, когда встретили сопротивление. Значит, они могут оказаться наверху. «Банда Бори Козыря», – переступая мертвеца, пояснил Шацкин. «Хурылев их нанял, а может и не нанял, а какую-то долю обещал. Черт их разберет, какие у них отношения. Ты нам зубы не заговаривай», – снова подал голос дядя. «Ты-то сам кто такой?» Все, обо всех знаешь. У меня в самом деле имеется удостоверение старшего следователя военной прокуратуры, признался Толстяк. Но я приехал по делу о пропавших бойцах. Это чисто, без обмана. Еще у меня есть удостоверение подполковника СБУ. Показать? Только его долго доставать, спрятано. Не надо, решил я, не доставайте. По-моему, у вас, пан Шацкин, этих удостоверений, как у жучки Блох. И все подлинные, заверил Толстяк. Поднимались мы осторожно. Я шел первым с винтовкой на готове. Шацкин плелся в хвосте. И с каждой ступенькой его дыхание становилось все надсаднее и громче. Я не выдержал, велел ему сесть. Повязка совсем пропиталась кровью. Все-таки мой дядя не доктор и практики не имеет. Пришлось распотрошить аптечку и наложить повязку снова. Заодно я вколол толстяку наш стандартный набор, включающий дозу обезболивающего. Старший следователь, или кто там он был еще на самом деле, перенес лечение стойко, разве что сопел с одышкой даже сидя. Я бы мог донести рюкзак с ноутом, контейнером и прочими трофеями, но даже предлагать не стал уже догадывался, что шацки в добычу из рук не выпустит. Мы поднялись к цехам на верхний уровень. Здесь было достаточно места, чтобы устроить засаду. И я машинально покосился на запястье и закрепил ПДА мертвого хурлевского подручного. Спутниковый сигнал пока не доходил. Впрочем, я этого и не ждал. Просто рефлексы сработали, прежде чем соваться в опасное место с версия с ПДА. Мы аккуратно по одному проникли в зал и рассредоточились. Шацкин в центре, я справа, дядя слева. А здесь же взрывчатка, осенила меня. Здесь они стрелять не будут. Мы тоже не будем, бросил Шацкин, но их больше. Это звучало более или менее логично. Теоретически бандиты могли рассчитывать, взять нас рукопашной, хотя вряд ли они понадеялись бы на нашу осторожность. Ведь одна шальная пуля в ящик со взрывчаткой и привет. Никаких разделительных компонентов здесь нет. Раз дистанционный детонатор был у Хурылева на готове, значит имеется вполне реальная опасность взлететь на воздух. Передвигаясь поочередно, короткими рывками, мы пересекли цех. Ни бандитов, ни мутантов. Честно сказать, меня больше беспокоили ящики с устрашающей маркировкой. Мало ли что может произойти. Малейшая ошибка, неудачное стечение обстоятельств и взрыв. Тогда погибнет весь Кольчевск и Ларик, который спит, ни о чем не подозревая. Зона дери. И так же, как в другой жизни, центральная улица, веселые нарядные люди прогуливаются по тополиной аллее, заходят в кафе «Снежинка». Кстати, а сколько времени мы торчим под землей? Я давно не удивляюсь тому, что в подобных приключениях время летит скачь а ты не замечаешь. Кажется, только что совсем недавно заметил, как дядя выскальзывает из дому. «Идем наверх», – неожиданно бросил Шацкин, поднимаясь из-за ящика. Он вышел в центральный проход и двинул к лестнице ускоренным шагом, сопя, пыхтя и спотыкаясь на рельсовых путях. «Здесь никого, наверх, скорей!» Я сперва растерялся, но никто толстяка не атаковал, никто не бросился из-за штабелей так что я тоже вышел из-за укрытия и почесал следом. Дядя оказался осторожнее нас и брел позади. «Кто такой Хурылев?» – поинтересовался я, догнав следователя. «Тоже бандит?» «Нет, он из зоны!» Поэтому и гнездышко себе свил в глубине подземелья, рядом с этой штукой, которая светится. Не знаю, кто он на самом деле. Может, монолитовец. Я тут же припомнил рассказы о том, что новый хозяин Ремжелдора постоянно болеет. Конечно, я слыхал о сталкерах, которые, проторчав в зоне достаточно долго, не выдерживают на большой земле. Им словно не хватает чего-то привычного и ставшего необходимым организму. И мутанты тоже. Они с рождения существуют в условиях этого излучения. Или что там исходит от ЧАЭС. Поэтому в зоопарках вы не увидите тварей из-за периметра. Им просто не выжить, начинают слабеть, гнить заживо. Этим и объясняется строительство лаборатории ученых на Янтаре. Подопытный материал нужен свеженький, за пределы зоны мутантов а можно вывести только в консервированном виде. Вот и Хурылев, наверное, так. Побудет вдалеке от своего артефакта, начинает слабеть, его пот прошибает. И он снова бежит в логово, чтобы оклематься, и живет там. Вернее, жил. Мы пересекли цех, выбрались на лестницу. Теперь я слышал звуки, которые придали уверенности Шацкину. Рев моторов, громкие уверенные выкрики, металлический грохот. «Это ваши!» Я ткнул пальцем вверх. Шацкин на секунду притормозил, с натугой откашлялся, от быстрого бега дыхания сперло и выдохнул. «Мои! Наверное. Кто бы еще так шумел? Так, может, нам он не стоит туда? Обычная осторожность возвратилась ко мне. Пока в подвале, похожем на зону, отстреливались от бандитов и мутантов, мы были вместе. А наверху Шацкин снова следователь, СБУшник и черти кто еще, а я. «Держитесь за мной!» – велел Толстяк. «Оружием не размахивайте!» Если кого встретим, говорю я, вы молчите. Ну, пошли. Эй, ты как тебя, пенсионер? И ты. Вы как сюда попали? Тем же путем уйти сумеете? Ты только за цех выведи, который у ЖД, буркнул дядя. Оттуда мы тихо исчезнем. Шацкин кивнул. Он успел перевести дух и снова довольно бодро затопал по ступеням. На первом этаже административного корпуса ничего не изменилось. Покойник так и лежал в прежней позе. Хотя, приглядевшись, я заметил, пакетики с травой исчезли. Значит, хурылевская охрана смылась. А за окном уже было утро. Дядя что-то пробормотал и потер ладонью глаза. Может, удивился, что утро наступило. Мы вышли в серые сумерки и двинулись по аллее, затем свернули за деревья. Дальше нас снова повел дядя Сережа. Теперь при свете все выглядело совсем иначе. Груды ржавых железяк и поваленные фанерные щиты с выцветшими надписями не казались зловещими. Прохладный ветерок шевелил листву старых тополей, а со стороны ворот доносился шум моторов. Там метались огни и скользили тени. Я слышал команды, отдаваемые уверенным тоном, и дробный топот, ну, такой, когда армейцы шагают, делая вид, что соблюдают строй. Шацкин вдруг сел на бетонную плиту и как-то резко расслабился, будто из него выпустили воздух. В тусклом утреннем свете одутловатое а лицо оказалось белым, как бумага. «Ох, устал!» – просипел толстяк. И то верно, ему нынче крепко досталось и крови порядочно потерял. «Отсюда можно и...» – начал было родич. «Того!» «Вали, вали, пенсионер», — поощрил Шацкин. «Только автомат оставь и не забудь протереть. Отпечатки, понял? Здесь теперь будет очень серьезное разбирательство». Потом Толстяк клянул на меня. «И ты тоже ствол бросай. Как тебя, э, Сталкер?» Ствол его АКМа глядел в мою сторону. «Да, дружба наша подошла к концу». «Извини, Сталкер, обоих отпустить не могу» я должен предъявить хоть кого-то в рапорте. Между прочим, я не сталкер, заметил я. И у меня документики имеются, все в порядке. Да знаю я, устало прохрипел Шацкин. Я еще внизу догадался, когда понял, что ты цвета путаешь. Я же материал по Усаченко внимательно изучал, уж поверь. Так что твои документики даже не спрашиваю. Не, мужик, ты это брось, вдруг твердо заявил дядя. Мы тебя из подвала вытащили, мы за тебя... Мне никто не поверит, что я был один. Мог бы соврать, но это не поможет. Могу отпустить одного, но хоть кто-то должен фигурировать в рапорте. Меня ведь тоже проверяют. Похоже, толстяк в самом деле был растерян. Но палец со спускового крючка не убирал. И как же быть? А так и быть. Мы пойдем, а ты скажешь под дулом автомата отпустил. Не, у нас это не отмазка. Под дулом я вас тем более обязан задержать. Послушай, сталкер, идем со мной. Я тебя за воротами отпущу. Но взамен ты мне подпишешь. Ничего взамен, быстро сказал я. До ворот провожу, сдам на руки твоим. Ты ж сам идти не сможешь, я тебя доведу. Я видел, как палец Шацкина подрагивает на спусковом крючке и решил, Пусть дядя Сережа спокойно уходит. Так и сделали. Я зашвырнул ствол в кусты, кивнул дяде. Мол, вали. Потом подал руку Шацкину. Тот оперся, тяжело встал. Мы пошли к железнодорожному въезду, а родич скрылся в кустах. В разгрузочном цеху кипела жизнь. Повсюду сновали вояки в камуфляже. За воротами разворачивалась БМП, тяжело ныряя всем корпусом на рельсах. Звучали отрывистые команды. На нас сперва навели оружие, но Шацкина узнали, подхватили. Тут же какой-то офицер стал грозным голосом требовать врача. Старший следователь держал меня крепко, на офицера наорал, не стесняясь в выражениях, и потребовал разыскать Самохвалова. Оказалось, капитан распоряжается снаружи. Толстяк снова оперся в мою руку и заковылял к воротам. Врача он прогнал. «А кого Хурылев расстрелял в подвале?» — спросил я, перекрикивая гаммы грохот. — Там были люди. — Не знаю, наверное, строители. Он нанял бригаду шабашников, чтобы переоборудовать убежище. — Ну и не упускай же их было. — Или еще кто, бомжи, не знаю. — Хурылеву зверей кормить надо, а бабок в обрез, человечина дешевле. Шацкин длинно выругался. — Слушай, парень, давай твой ПДА. Я тебе скину кое-какие файлы. Ты имеешь право знать, почитаешь на досуге. Вот тут меня осенило. Бывают, знаете ли, такие гениальные догадки. И я подсунул толстяку комп, который снял с убитого хурылевского телохранителя. Благо машинка так и осталась у меня на запястье. Толстяк на ходу полез куда-то под мышку. Должно быть, там у него был припрятан комп. Вытащил проводок с разъемом, подключил к моему устройству. При этом он, не стесняясь, навалился на меня. Мы наконец добрели туда, где Самохвалов допрашивал троих бандюков. Неожиданно один из пленных, рослый тощий парень, стал орать. «А-а-а, я тебя узнал! Я узнал тебя, сука! Ты, сталкер хренов, я тебя запомню! Ты как тебя, слепой!» Ребятки в камуфляже быстро и очень сноровисто заработали кулаками и прикладами. Кстати, досталось и приятелям долговязого крикуна, хотя те помалкивали. Но святые мутанты, теперь им была известна моя кликуха. Слепой, они все слышали. Я не стал говорить Шацкину, что он сволочь. Это было само собой ясно. Вот что парень, важно объявил Шацкин и многозначительно покосился на капитана. Здесь я тебя отпускаю. Благодарю за помощь, за содействие, так сказать, следствию. В файлах, которые я тебе слил, найдешь мой электронный адрес. И если узнаешь что-нибудь по поводу всей этой истории, не поленись, скинь инфу. И это, сам видишь, узнали тебя. Так что схоронись, что ли, сам придумай где. А родне своей, которая здесь живет. Ну, и без меня понимаешь, что теперь здесь начнется. Потому Заставь их уехать, да побыстрее. Все, счастливо, не поминай лихом. Я ничего не ответил. Сволочь, Шацкин. Нарочно показал меня бандюкам. Теперь ясно, где я схоронюсь, в зоне. Толстяк хочет, чтобы я искал хозяина Хурелева и артефакты, создающие зону. Ведь они должны существовать, их много. Когда будет найден человек, стоящий за планом создания второй зоны – таинственный шеф Хурылева. Тогда и я буду в безопасности. Во всяком случае, в большей безопасности, чем теперь. Надо было бежать. Но сил не осталось, и в голове наступило какое-то помутнение. Потому я побрел к центру Кольчевска. А навстречу мне тянулись розовые лучи восходящего солнца. Сволочь, Шацкин, сволочь! Втянул в историю, да какую! Я с трудом вспоминаю, как брел по улицам, как редкие прохожие косились на мой перепачканный костюмчик, как сторонились. Потом в памяти провал. Не могу припомнить, как добрался к родне. Кажется, Ларик кинулась обниматься, плакала, гладила меня. Тетя Вера засуетилась. Мол, нужно переодеться, застирать, то все. А я только спросил, как дядя Сережа. Пенсионер уже спал сном праведника. Вошел и сразу свалился. Это бывает. Нервы, усталость. Так что пришлось самому объяснять, что бросали все, бросали дом и валили скорее из Кольчевска. Растолкали дядю. Я повторил ему, нужно валить. Срочно, пока наши органы защиты и правопорядка не расчухались и не вели в Кольчевске военное положение. Ведут обязательно, перетряхнут здесь все сверху донизу. Потом снова провал в памяти, какой-то туман. Следующая картинка, мы стоим на вокзале, залиты ярким солнечным светом перрон, сумки, узлы, чемодан. Дядя Сережа в пиджаке, у тети Веры в руках упаковка таблеток, руки дрожат, а упаковка никак не разрывается. Ларка вцепилась в меня, рыдает, моя рубашка промокла на груди. Я сую обезьяне свою банковскую карточку, называю код и требую, чтобы повторила. Она шмыгает носом, срывающимся голоском повторяет. Я сам не понимаю, что со мной и... А потом подходит их поезд. Моя электричка через 20 минут в противоположном направлении. Впереди зона. Глава вторая. Сорока-воровка. Поскольку я спешил пересекать периметр, пришлось с помощью Гоши. Я, конечно, не стал рассказывать обо всех кольчевских приключениях. Ограничился тем, что сообщил. Влез в неприятности нужно укрыться в зоне. Назвал имя Бори Козыря. Об участии СБУ и прокуратуры даже не упомянул. Причина сдержанности была очевидна. Гоша вполне может решить, что для него спокойнее, если я исчезну не в переносном смысле, а натурально. Мертвые не болтают. А я знал о делах Карова несколько больше, чем тот готов был открыть общественности. Обычно я стараюсь обойтись без услуг Карова. Но сейчас требовалось спешить. Так что я попросил хозяина звезды устроить мне проход. Упоминание имени кольчевского бандита оставила Гошу равнодушным. О Боре Козыре он слышал, но тот не считался большим авторитетом. Я объяснил, что меня может разыскивать не Козырь, а его наниматель, о котором неизвестно только одно, от а такого лучше укрыться в зоне. Это объяснение Гошу удовлетворило. Надо было еще утрясти вопрос с ценой. Кары мне по-прежнему оставался должен за последнюю поездку. Но стоимость окна в периметре была, разумеется, куда выше. Я пообещал рассчитаться позже. Коша махнул рукой. Мол, свои люди, сочтемся. Это обычные игры в недомолке. Правила такие. Мы оба прекрасно понимали, что щедрость Карова налагает на меня определенные обязательства. И мне придется в свое время ответить не менее широким жестом. Но это уже детали. Гоша велел мне подождать в зале. Закрывая дверь, я увидел, как он набирает номер на мобильнике. У нашего хозяина хватает недостатков, но деловой подход компенсирует их с Если Гоша принял решение, то уже не станет тянуть время. Минут через пятнадцать в зал заглянул Костик. Я думал, меня снова пригласят к Гоши, но Тарас только сказал. «Вранцы пидему, я проводжу». Иди, слепый, за распаты, По, я не знаю, коли пиды ему тебе. Николка зовем новую песню, Я такой раньше не слышал. Там, где кончается путь, Там, где стихает пурга, Может быть, есть что-нибудь, Может быть, нет нифига, Там не отпустят вину, Там позабудется грусть, Может быть, там я усну, Может быть, там я проснусь. Странным образом, Песня показалась мне очень подходящей к случаю. Знать бы только, где он кончается, мой путь. Подъем состоялся в половине пятого. Я вскочил, по-быстрому собрался, подхватил приготовленный заранее рюкзак и спустился в зал. Костик, едва завидев меня, поднялся. И демо. Краше на месте зачекаемо. Ну, понятно. Когда именно нам откроют проход, неизвестно. Лучше ожидать на месте. Привал мы устроили метрах в трехстах от первых предупредительных табличек. Стой, запретная зона. Вообще-то, периметр охраняется миротворцами. Но вдобавок, он оборудован автоматической системой слежения. Данные с автоматики снимают не местные, а офицеры при международном штабе. Если бы просто договориться с вояками, они были бы только рады пропустить. Всего лишь в цене сойтись надо. Но автоматика зафиксирует нарушения, и у вояк будут неприятности. Так что наша система действует следующим образом. Какой-нибудь прапор или летеха. Кто там дежурный по сектору длиной в 3-4 километра? Заносит в журнал сообщение о неполадках, Участок периметра отключают и отправляют техников ремонтировать. Отключенный участок патрулируют. У бойцов тревожной группы приказ стрелять без предупреждения. Но между патрулями можно проскочить. Конечно, если они не против. Вот их согласие смотреть в сторону и оплачивает кары. Костик достал мобильник, поглядел на часы и велел мне. «Вмыкай свою машинку!» Я включил ПДА и убедился, что поблизости нет коллег. Это одно из условий Гошиного соглашения с миротворцами, чтобы левые сталкеры не проскочили в оплаченное окно. На ПДА было чисто, и Костик сделал звонок. После этого по плану отключают сигнализацию, обесточивают системы слежения и минные поля. Минут через десять Костик получил ответный звонок и велел мне Будь готов, я к скажу, побежишь. Всегда готов, сказал я. Он подумал, потом засопел, полез за спину и вытащил из-под ремня старенький ТТшник. Возьми, заговорил он почему-то на русском. Там и маслят две боймы. Смотрю я на тебя и думаю, откуда у тебя талант? Умеешь неприятности влипать. Только я тебя в Кольчевске там с сестрой оставил как ты тут же в какую-то жопу какую-то влез. И это в таком тихом городке. Теперь и ко мне на свадьбу не придешь. Я снова пожал плечами. А что сказать? Можно подумать, я ищу неприятности. Нет, они меня сами находят. Наверное, я в самом деле талант. Потом снова зазумерил Костиков мобильник. Он выслушал, бросил в ответ на украинском. «Гаразд!» И со вздохом объявил. «Ну, пора!» «Иди, турист!» «Не хай чаяк як вы там кажете?» Мы обменялись рукопожатиями, и я побежал. Даже в зоне редко приходится так носиться. Вернее, в зоне особо не побегаешь из-за аномалий. А при пересечении периметра очень полезно проскочить побыстрее. Остановился я, только когда решил, что точно нахожусь по ту сторону периметра. Привалился спиной к дереву и стал переводить дыхание. Стонал, хрипел, отплевывался и прислушивался к ощущениям в больной ноге. Ощущения были безрадостные. Не скоро смогу опять выдать подобный рывок. И едва я настроился на как минимум получасовой отдых, сзади послышались выстрелы. Палили, конечно, миротворцы. Это их манера лупить длинными очередями и не экономить патроны. Сквозь грохот я различил хруст веток совсем рядом. Теперь размышлять было некогда, и я рванул сквозь заросли в подлесок. На ходу включил ПДА, и вовремя приборчик пискнул, предупреждая о близкой аномалии. Пришлось притормозить на краю поляны, чтобы оглядеться. Тут-то из-за кустов камней вывалился слепой пес. Молодой зверь с дуру сунулся к периметру. Там его приметили доблестные миротворцы. Но и решили поразвлечься. Открыли огонь. Псина с перепугу устремилась за мной. Все это я сообразил позже. А тогда мне было не до Я рванул из кармана, подаренный Костиком ТТ. Вдавил спусковой крючок. Щелк. Осечка. Зато слепая скотина осечки не дала. Хрипло взвыла и кинулась точнёхонько ко мне. Доли секунды позже взвыл и я, когда клыки сомкнулись на моей ноге. На той самой, которую я недавно сломал. Перед глазами мелькнули тощие бока, покрытые облезлым мехом. Две кровоточащие дырки в них. Миротворцы подстрелили. Я врезал рукоятью пистолета по рыжей спине но собака вряд ли даже ощутила боль. Они, когда почуют кровь, шалеют. Зато от удара ТТшник выстрелил. Левой рукой я вцепился в мохнатый загривок, правой вжал ствол в поджарое рыжее тело и всадил оставшиеся пули в спину псу. Тот сперва стиснул челюсти, прокусив на конец ботинок, потом прыгнул в сторону, но я держал крепко. Собака под моей рукой вздрагивала, получая пулю за пулей. Рванула из последних сил, вывернулась из схватки сведенных судорогой пальцев, оставляя клочья шерсти. Метнулась из-за тени деревьев на поляну, навстречу жаркому летнему солнышку. И угодила в карусель. Аномалия включилась. Мне в лицо пахнуло прохладой. Потом невидимые руки ухватили меня, поволокли к ней. Я знал, что если сделать хоть один послушный шаг, аномалия уже не выпустит, затянет по спирали к центру, туда, где беспомощно барахтается визжащий комок рыжего меха. Я повалился на спину в кусты и пополз, отталкиваясь ногами. Подо мной хрустела поклажа в рюкзаке. Она выпирала острыми углами и больно давила между лопаток. Но я не обращал внимания спешил оказаться подальше от смертельно опасной невидимой спирали и не сводил глаз с угодившего в ловушку пса. Вот он взвизгнул последний раз, смолк, когда тощее тело скрутилось в невероятный узел. Тут я зажмурился, а карусель с грохотом разрядилась. Мне в лицо ударили горячие брызги, по земле и кустам застучали клочья мяса, и все закончилось. ВДА на запястье мирно попискивал, по-прежнему предупреждая о близкой аномалии. Я повернулся на бок, выволок из-под себя рюкзак, а нога болела совсем уже невыносимо. И тут меня озарило. Именно эта нога и притягивает неприятности. Ну точно, сперва на нее свалился электровоз. Память стала услужливо подсовывать случаи, когда еще неприятности приключались именно с этой несчастной конечностью. Оказалось, таких моментов накопилось порядочно. Но что делать, даже если нога в самом деле притягивает несчастье, я все-таки не готов с ней расстаться. Я слишком к ней привык. Ну что ж, значит предстоит постоянно хромать, ничего не попишешь. Я стянул прокушенный ботинок и полез в рюкзак за аптечкой. Обработав франки, вспомнил, как Костик учил меня содержать оружие в чистоте и осмотрел даренный ТТшник. Разумеется, оружие было в полном порядке, идеально вычищено и смазано. Но осечку пистолет тем не менее дал. Что значит все человеческие ухищрения против судьбы, против везения и невезения? Как-то сталкера по кличке профессор спросили, почему вы подались в зону? У вас три высших образования, владеете десятью иностранными языками, работали в престижном институте. Как же вышло, что вы стали сталкером? Да вы знаете, ответил профессор, мне просто повезло. После встречи со слепым псом моя скорость существенно снизилась, и к развалинам, где находился тайничок, я прихромал только под вечер. Тут опять не подфартило, Место было занято. Какой-то незнакомый сталкер, похоже новичок, наладился заночевать. Таких свежих пацанов можно узнать сразу. Манера выдает. Какую снарягу не нацепи, а новичка сразу видно. К тому же у этого парня и комбес был чистенький. Нет, не новый, а старый, ношенный, но чистенький. Так вещь может выглядеть в одном единственном случае – если ее нарочно отмывают перед продажей, чтобы придать товарный вид. Свое-то барахло, кому придет в голову драй и до блеска. Что мне еще не понравилось, это взгляд парня, странный такой, блуждающий, и глаза будто туманом подернуты. Потом я почувствовал знакомый запах, опустил глаза и приметил окурки. Ясно! Он отыскал коноплю и успел порядком пошалить. Мне не хотелось ночевать с этим у одного костра, не то чтобы я чего-то опасался. Просто знаю по опыту, обкуренных частенько тянет поболтать и злить душу, а то и пофилософствовать чего доброго. А я не люблю назойливых болтунов. Такой как начнет косноязычно излагать что-то интересное только ему одному на всем белом свете рад не будешь, но делать нечего. Мне же нужно было достать свою снарягу, припрятанную за стеной. Так что я подошел и поздоровался. Парень назвался Чижом и, вопреки моим опасениям, с разговорами не лез. По-моему, из-за того, что мое снаряжение выглядело очень уж убого. Чиж вообразил, что перед ним еще более неопытный сталкер, чем он сам. Может, решил, что с таким и говорить не о чем. Как бы там ни было, мы поели, Чиж закурил самокрутку, испускающую специфический аромат, а я вытащил ПДА, принадлежащий бандиту подручному Хурылева. И решил, наконец, почитать, о чем это старший следователь, подполковник и прочее-прочее так важно сообщал, что я, мол, имею право про это знать. По-моему, прежний владелец не очень-то ловко умел обращаться с компом. Есть приметы, по которым это можно определить. Всякий хлам свален в одну папку. Бережно сохраняются все установки, образцы и все, что пихают в новую машинку изготовителя. А опытный человек первым делом сотрет, чтобы не мешало. В почтовом ящике сиротливо маячили автоматические рассылки. Так что наследство покойного бандита не сулило мне ничего интересного. Я перешел к документам, которые предоставил Петр Шацкин. Начал я с самых старых какие-то транспортные накладные, да акты военной прокуратуры, касающиеся прапорщика Усаченко. Сперва я подолгу разглядывал грифы секретно, совершенно секретно, для служебного пользования. Но это мне скоро наскучило, и тогда я перехватил взгляд чижа. Я, конечно, выглядел странно. Сидит молодой сталкер, по снаряге новичок. Один ПДА на руке, а читает с другого. Однако, случайный попутчик помалкивал, и я не стал заводить беседу, продолжил чтение. Ничего занятного в документах не нашлось. К тому же у меня сложилось стойкое убеждение, что сотрудники военной прокуратуры, то ли иностранцы, то ли вовсе инопланетяне, их речь существенно отличается от нашего языка. Во исполнении распоряжения главной военной прокуратуры, привести в соответствии с новой редакцией приказа заместителя генерального прокурора. Направить начальникам структурных подразделений Главной военной прокуратуры, военным прокурорам окружного звена, которым довести их содержание до сведения всех подчиненных работников. Святые мутанты! Стал бы кто так выражаться, если он не марсианин? Но окончательно сформулировать мнение о сотрудниках прокуратуры я не успел. Мои мысли прервал рокот. Поблизости кружил вертолет. И что особенно неприятно, шум винтов нарастал. Мы с Чижом переглянулись. Он стал торопливо затаптывать костерок. Я отключил трофейный ПДА и собрал манатки. Клеющие угли мы прикрыли проржавевшим стальным листом, который я притащил из руин, и сразу стало темно. А вертолет не думал удаляться, кружил и кружил. Я уже видел белый столб света, плывущий по верхушкам деревьев. Хреново! Растерянно протянул чиш. Валить надо! Еще бы не хреново! Ночью в одиночку, даже здесь, поблизости от периметра, ходить опасно. Значит, чиш от меня не отстанет. А при нем лезть в тайник я не хотел. Луч света приближался. Шум винтов нарастал. Вертолет явно держал курс в нашу сторону. Делать нечего пришлось уходить. Шагали мы молча. Поглядывали на ПДА, обходили аномалии и прислушивались. На счастье, мутанты по дороге не встретились. Хотя в этих краях, насколько я помнил, постоянно кружила стая слепых псов. Возможно, тварь испугнул вертолет. Сперва у меня была мыслишка возвратиться к руинам и залезть наконец в тайник. Но, глянувшись, я увидел, как белый столб света ползает в том районе, где мы собирались ночевать, и мысли о возвращении тут же испарились. Около пяти утра, сонные и усталые, мы вышли к развалинам фермы, где я когда-то пережидал выброс с Костиком и Вандемейром. Лестница была на месте. Мы с чужом забрались на плоскую крышу, укрылись под обломанным шифером и завалились спать. Насколько помню, когда я засыпал, Вертолет все еще кружил над лесом. И вроде даже два вертолета, невезуха! И откуда вояк принесло на наши головы? Проснулся я первым, около одиннадцати. Если бы ушел, не прощаясь, это могло показаться подозрительным, да и спешить было некуда, так что я снова вытащил чужой ПДА и углубился в военные тайны. Чиш крепко спал. Следующий блок документов составляли сводки железнодорожных перевозок. Сперва было непонятно, что здесь может быть интересного, но постепенно я начал догадываться, что речь касается грузов, отправленных с Южно-Украинской АЭС. Опасных грузов, следы которых в дальнейшем теряются. А. И что же тут такого особенного? Теперь там не отлично известно, какой груз имеется в виду и где пункт назначения. Что мне хотел сообщить этими документами таинственный пан Шацкин? Тут в отдалении снова загудил вертолет. Теперь машина не приближалась. Звук дрожал и вибрировал на грани слышимости. Однако после вчерашнего происшествия появление вояк мне не понравилось. Каким бы тихим ни был рокот, чижа он разбудил. Парень проснулся, потер глаза и уставился на меня. Вроде снова чего это их принесло. Хорошо, хоть сюда они лезут. И тогда меня осенило. Я поглядел на ПДА, не на бандитский, а на свой собственный. Так и есть. На периферии экрана показались яркие точки. Зона бы их взяла, десант. Вертолет высадил десант. Я велел Чижу поглядеть на монитор. Тот сообразил мигом. «Разойдемся», — предложил я. Если они по нашей душе, то лучше уходить порознь. Чиш кивнул и первым спустился с крыши. Случись стычка с миротворцами, от меня с ТТшником будет немного пользы. А Чиш наверняка решил, что я лопух и уведу погоню за собой. В общем, мы наскоро пожелали друг другу доброй зоны и разбежались. Парень взял курс к свалке, а я стал забирать западнее, чтобы, описав дугу, Возвратиться к тайнику. Пока шагал, поглядывал на монитор. Военные держали в стороне, но их сигналы нет-нет и возникали на периферии экрана. И еще мне показалось, их стало меньше. Пожалуй, половина двинула за чужом. Метров за двести до развалин, из которых нас прогнал вертолет, я отключил ПДА. Местность около тайника я знаю отлично, так что попробуем сыграть в прятки. К счастью, у тайника никого не оказалось. Я быстро натянул свой привычный комбез, прихватил калаш. Тут снова стал нарастать гул вертолета. Вот так номер. Я припомнил полет с Вендемейером на Янтарь. Как воинсталы говорили о датчиках, позволяющих обнаруживать ежиков, и мне стало совсем кисло. Я поспешно нагрузился, замаскировал тайник и ускоренным маршем двинулся в сторону периметра. Вряд ли там меня станут искать. Шагал осторожно, иногда отключал ПДА и прислушивался к шуму вертолетных винтов. Десант меня потерял еще у тайника. У них-то не было возможности обнаружить человека с отключенным компом. Для этого нужно стационарное оборудование. Потом пропал и вертолет. Возможно, потерял время, чтобы забрать пехоту. А уж после бойцы не догадались искать меня у периметра, полетели вглубь зоны. Меня посетила неприятная догадка. Всякий раз вертолет возникал после того, как я запускал трофейный ПДА. Если сопоставить это с ничего не значащими файлами, которые мне слил Шацкин, зачем он это сделал? А вот затем, чтобы превратить меня в наживку. Как там говорил лейтенант покойного сержанта Ивашенко, забрасываем удочку, а наживка это сталкер, так кажется. Значит, мне Шацкий намекнул, что я должен искать шефа Хурылева, а за мной будет тянуться хвост. Логично, зона его дери. Это открытие меня, признаться, расстроило. Что же мне, радоваться бригаде незваных телохранителей, как бы не так. Бойцы с вертолетом, кем бы они там ни оказались, миротворцами или вайнсталами, разбираться, кто здесь наживка, а кто улов, не станут. Знаю я их манеру. Сперва начнут палить во все, что шевелится, а уж потом опознание. Стало быть, прибор с подарочком от Шацкина лучше не включать. Жалко. Мне еще хотелось глянуть, нет ли там чего о банде Козыря, да и вообще среди хлама, могло в самом деле содержаться хоть что-то значимое, хоть какая-то зацепка, которая поможет найти хозяина Хурылева. Или может все-таки включить. И посоветоваться-то не с кем. Убедившись, что вокруг тихо, я отбил письмо Бороде. Из всех, к кому я мог сейчас обратиться, механик был, пожалуй, лучшим спецом в интересующем меня вопросе. Я спросил, можно ли при копировании текстовых файлов подсадить в комп жучка, позволяющего следить за перемещениями владельца машинки? Мне повезло, ответ пришел быстро. Никогда не пиши мне зараженного компа. И вообще, лучше смени ПДА. И в сундук, ни ногой, даже не приближайся. Вообще-то, я писал бы ради со своего ПДА, а он заражен не был но ответ показался мне убедительным. Я в последний раз полюбовался трофейным компьютером и засунул его поглубже в рюкзак. Значит, если я не хочу оказаться в поле зрения военных, следует убраться подальше от привычных мест, сменить кличку, постараться поменьше общаться со старыми знакомыми. Делать нечего. Я двинулся на запад. Потом начну забирать к северу, обогну места, где на меня шла охота и выйду куда-нибудь к агропрому. А оттуда, если удастся найти попутчиков, отправлюсь дальше на север. В одиночку мне не хотелось соваться к янтарю. Но тут пришло в голову, что ближе к лагерю ученых я сумею разузнать о странных артефактах, способных воссоздавать условия зоны по ту сторону периметра. Прошло два дня во время блужданий по лесам у юго-западного сектора периметра, меня посетила идея. ПДА мертвого бандита я смогу включить в слепом пятне. Уж там-то меня не смогут засечь, правильно? Поэтому я сменил направление и взял курс на лагерь корейца у края свалки. Пройти кладбищу техники с юга довольно сложно. Нужно тщательно выбирать маршрут между радиоактивными холмами изобилующими аномалиями, так что я передвигался медленно и осторожно. Нога приходила в норму очень неторопливо, что также не способствовало спешке. Благодаря низкому темпу я и успел обнаружить патруль военных сталкеров прежде, чем они направились в мою сторону. При встрече с этой публикой, как правило, имеется несколько минут форы, поскольку военсталы невольные охотники они непременно выполняют ту или иную задачу. Чтобы погнаться за сталкером, им нужно формальное разрешение. Пока они связывались с начальством, я успел убраться за поле действия их приборов. Потом отключил ПДА, затаился. Выждав два часа, двинул на северо-запад, чтобы обойти гряду радиоактивных холмов по дуге, и снова наткнулся на патруль. Получается, в районе сталкерской стоянки проводится крупная операция. Пришлось отказаться от идеи посетить знакомые места, и я возвратился к прежнему плану. Переночевав на дереве, как в старые добрые времена, с с Вандемейером, и по утру окончательно бесповоротно взял курс на агропром. Места здешние мне были мало знакомы, а вернее сказать, никогда я сюда еще не забредал. Потому и прикорнул на ветках, как птичка, что понятия не имел, где безопаснее остановиться на ночлег. Вообще-то края здесь дикие, бедные артефактами. Из-за чего наши братья сюда захаживают редко. Ну и мутантов расплодилось порядочно. Пару раз я замечал кабанов необычной темной окраски. Какая-то местная порода должно быть. Зверюк я с всей осторожностью обходил стороной, а вот когда за мной увязалась стая слепых псов, растерялся. Это не кабаны, которые мгновенно свирепеют, если их потревожить. Зато настолько тупы, что они станут гоняться за проходящим вдалеке человеком. Иное дело псы. Стая топала за мной. И хотя держалась пока что на порядочном расстоянии, это соседство действовало мне на нервы. Я прислушивался к завываниям позади и напрасно ускорял шаги мутанты не отставали. Теперь не было сомнений, что твари идут по моему следу. Правда, почему-то не нападают. Наконец, на экране ПДА выплыла темная полоса, обозначающая реку. Мне не хотелось оказаться между псами и рекой. Если там глубоко, могу угодить в ловушку. Так что я немного притормозил, чтобы увеличить масштаб карты и наметить выход из тупика. За рекой высветился значок постоянного поста миротворцев. Вот еще одно неприятное открытие. Я свернул к северу. Там карта сулила густой лес, в который не хотелось углубляться. Но выбор оказался невелик. Через час пути стало понятно, что псы приближаются. Тут-то до меня и дошло, почему стая медлила с нападением. Живущие поблизости от военной базы мутанты научились бояться миротворцев. Но едва я удалялся от лагеря военных, они осмелели. А я-то решил, что выбрался за пределы их охотничьей территории. Я держался с открытых мест, когда поднимался на холмы, оглядывался. Рыжие морды мелькали за кустами, и расстояние сокращалось. По моим прикидкам, после начала погони я отмахал достаточно, чтобы покинуть угодья этой стаи, или во всяком случае подошел к границе. Ван де Мейер когда-то объяснял, что псы неохотно атакуют на чужой территории, где добычу, скорее всего, придется спаривать у конкурентов. Значит, они должны поспешить, чтобы взять меня на своей земле. И верно. Я услыхал знакомое «О-хо-хо» сперва справа, потом слева. Плохо дело. Стая берет меня в кольцо. Вот-вот нападет. Дождавшись, чтобы псы приблизились, я рванул изо всех сил. За спиной совсем рядом послышались разочарованные вой и поскуливания. Кольцо сомкнулось. Не обнаружив меня там, где ждали, псы припустили по горячему следу. Я обернулся, скинул автомат. Дрогнули ветви, тощие рыжие твари вывалились из кустарника, и я встретил их очередью. Свалил передних, лес взорвался визгом. Две псины покатились под лапы свори, разгоряченные погони мутанты набросились на истекающих кровью сородичей, а я рванул прочь, на ходу меняя магазин. Несколько минут, пока псы растерзают раненых, у меня есть. Потом погоня возобновится. Или не возобновится, если я буду достаточно далеко от угодий этой мутантской семейки. Звуки грызни, тявканья и вой остались позади, но я слышал отдаленный лай, возможно местные псы учуяли конкурентов и подтягиваются к границе, чтобы выяснить причину вторжения. Я с разгона влетел в ручей, разбрызгивая воду, побежал. Мой датчик отметил, что вода радиоактивна. Должно быть, ручей берет начало в зараженных холмах. Но фон был небольшой, а я считал более важным уйти от мутантов. Ручеек уводил меня от преследовавшей стаи, но вскоре приглушенный лай зазвучал снова. Я, надеясь, что это сцепились две своры, выбрался на берег и двинулся в северном направлении. Дело шло к вечеру. Мне хотелось добраться к агропрому до темна. Вдруг на ПДА высветились сигналы. Пара сталкеров неподалеку. Точно на пути, будто меня поджидают. Что ж, попутчики это неплохо. Сталкеры расположились в тени одинокого дуба, венчающего полуги холмик. На открытом месте под ветром дерево изогнулось, как запятая, раскинув корявые перекрученные ветки. Устая листва давала приличную тень, и только теперь я сообразил, как сегодня жарко, пока бежал вымок, но не замечал, не до того было. Встреченные оказались загорелыми мужиками. Обоим за сорок выглядели они опытными бродягами. Заскорузлые, коренастые, заросшие и потрепанных комбезах. Обменявшись с ними рукопожатиями, я ощутил запах перегара. «Сидор!» – назвался один и ткнул пальцем приятеля. Это молчун!» «А тебя как звать? Хромой!» «Да так и зовите!» – я пожал плечами. «Хромым!» «Кличка ничуть не хуже моей прежней!» «А хромых в зоне хватает!» Прозвище не очень-то оригинальное. Можно сказать, что если сталкера зовут хромым, то его никак не зовут. Ну а мне сейчас как раз и надо не выделяться. «Мы так подумали, что мутанты за тобой шли», — пояснил Сидор. «Вот и решили помочь. А потом слышим, вдалеке псы грызутся, а ты вот он». Ну и стали поджидать. «О, молчу на слух, что ты...» «Никакого компьютера не надо, все услышать». Как собаки, молчун, еще грызутся. Второй сталкер покачал головой, бросил. Разошлись. И прям молчун. Ну, тогда и нам пора, заключил Сидор. Пока дуськи на стая не вернулась. Ты хромой куда, с нами? Если на постой возьмете. Мне понравилось, что парни решили выручить незнакомца. И дождались, даже когда посчитали, что погони за ним уже нет. То есть за мной. Это по-товарищески. Я сперва на свалку шел с юга. Ну, вояки. Операцию, что ли, проводят. Куда не сунусь, везде они. Так и бегал от патрулей по лесам. Точно, на свалку миротворцев порядочно согнали, согласился Сидор. Может, операция? Операция, коротко подтвердил его разговорчивый напарник. Мы двинули к агропрому. Теперь в компании опытных сталкеров я позволил себе немного расслабиться. Шли не по прямой. Спутники вели меня за ковыристыми зигзагами от одной аномалии к другой, обходили угодья. И это я хорошо понимаю. Когда долго торчишь на месте, волей-неволей запоминаешь расположение аномалий. Так что на обратном пути можешь проверить, не выскочило ли что интересное. Примерно через час Молчун вдруг поднял руку и Сидор тут же замер. Молчун указал вправо. Мы свернули. «Чего?» Уже на ходу лениво спросил Сидор. «Кабаны беспокоятся. Лучше обойти». «А, это верно. Кабаны как-то беспокойно себя ведут». «По-моему, они должны беспокойно себя вести», рискнул ставить я. «Ну, это само собой», покивал Сидор. «Но на этой неделе какие-то они очень уж нервные». «Кто-то и дразнит», — буркнул Молчун и затих. То ли считал, что уже все сказал, то ли собирался с мыслями, прежде чем изречь еще словечко другое. «Ух, гляди!» — Сидор указал на рощицу в стороне от нашего маршрута. Над молодыми деревцами возвышался старый клен, усохший, без листьев. Голые ветки образовали изломанный узор на розовом фоне заката. Я, конечно, не уверен, что закат именно розовый, но все так говорят. Местность здесь была лесистая, но мы как раз поднялись на широкий пригорок, и низкое вечернее солнце било в глаза. Пришлось прикрыть их рукой и прищуриться, чтобы разглядеть, куда показывает сталкер. Сперва я не понял, что привлекло его внимание. Потом заметил темные пятна в мозаике черных ветвей старого клена. Одно побольше, другое поменьше. Странные какие-то пятна. Сейчас, если глядеть против солнца, похоже на кляксы, округлые, с вытянутыми и изогнутыми подтеками. Мы, не сговариваясь, свернули к дереву. Едва спустились с холма и оказались в тени, сразу стало лучше видно. Сидор присвистнул. Молчун не издал ни звука, но и на его малоподвижном лице отразилось удивление. Я же произнес несколько слов из тех, за которые мне бы крепко влетело в детстве, было от чего удивиться. На ветвях висели два неподвижных тела – человек и слепая собака. Мы остановились под деревом. Меня больше занимал человек. Он висел, зацепившись за корявые сучья черной курткой. В сторону торчала тощая нога в белой кроссовке. Штанина задралась, обнажая исцарапанную голень. Похоже, покойник не своей волей очутился в ветвях. Все выглядело так, как если бы его закинули, и парень влетел в колючий лабиринт, обдирая одежду и получая ссадины. Толстые ветви под телом заляпала кровь, давно уже подсохшая. А спутников моих больше заинтересовала собака. «Вроде из на стаи», — сказал Сидор. «Хотя кто их разберет, рыжих?» Слепой пес висел наколотый на острый сук, как жук на булавку. Лапы раскорячены, голова и хвост безвольно свешиваются. «Полоса черная», — заметил Молчун. Вдоль тощего рыжего бока мутанта действительно шла черная полоса. Должно быть, по таким полосам отличали местную породу. «Что за дуська?» — спросил я. «Вечером увидишь». «Молчун, сколько они не являлись? Три дня или уже четыре?» «Четыре». «Ну вот, — заключил Сидор. — Нынче будет спектакль. — Спектакль? Я удивился. Но тон сталкера был мирный, будничный. Он говорил скорее о развлечении, чем о каких-то неприятностях. — Корида, — уточнил Сидор. — Бой быков слыхал? — Не буду рассказывать, чтобы удовольствие тебе не портить. Новичкам оно завсегда нравится. Ну что, снимем этого? Кто у нас самый легкий? Самым легким был я. Пришлось лезть, оставив снарягу под деревом. Сидор с молчуном подсадили. Я вскарабкался на толстые нижние сучья и оттуда дотянулся до тела. Парень застрял между корявыми ветками, даже обломал острый сук. Куртка с прошивкой и стальных нитей уберегла от колотых ран. Но, похоже, у него был переломан хребет. «Кстати!» Среди веток я заметил тушку вороны, едва не расплющенную ударом о ствол старого клена. С земли птицы было не видать. Ага, понятно, почему воронье не клубится у добычи. Их спугнули. Я стал приподнимать тело и тянуть в сторону от ствола, чтобы выдернуть из объятий дерева. Рывками, обламывая тонкие сухие ветки, наконец сумел высвободить его и скинуть вниз. Едва мертвец ударился о землю, Сидор склонился над ним. Молчун орудовал между корней саперной лопаткой, углублял яму. Осторожно, чтобы не ушибить лишний раз больную ногу, я сполз к стволу, спустился ниже и спрыгнул. Тем временем Сидор не без труда стянул куртку с начинавшего коченя тела, проверил карманы, потом мы вывернули тощий рюкзак. Едва сталкер откупорил контейнер, наши ПДА дружно пискнули. У мертвеца оказалось два выверта и грави. Прочую мелочевку можно было не считать. Плохонький нож в потертых ножнах, десяток снаряженных патронов в дробовику, сигареты, бензиновая зажигалка и тому подобный хлам. Все это ерунда в сравнении с артефактами. «Это мы удачно зашли», – протянул Сидор. «Удачно, на каждого по штучке». «Оружие», – буркнул Молчун. «Ага, у него дробовик наверняка был», – согласился я. «Куда ж он делся?» «Ты лучше скажи, как пацана на дерево занесло». Сидор стянул капюшон и почесал в затылке. «Собаку стреляли?» – спросил Молчун. Я пожал плечами. Пса не разглядывал, он высоко, зато видел дохлую ворону. А, протянул Сидор. Ладно, взялись. Мы впихнули труп между толстенных корней, завалили комьями земли, ветками и травой. Молчун попросил погодить. Ему хотелось обойти вокруг и посмотреть, нет ли поблизости трамплина, карусели или еще чего в этом роде. Сидор кивнул и, задрав голову, стал разглядывать мертвого пса. Сталкера занимал вопрос стреляли в мутанта или нет. «Э, «Если из дробовика в упор полить, рассуждал он слух, то это же заметно будет. Что ты?» Я снова пожал плечами. Молчун возвратился через пять минут и протянул приятелю дробовик. «Разряжен. Крови рядом нет». «Где нашелся?» Сталкер показал. «А трамплин?» Молчун ткнул пальцем в противоположную сторону. «Мы пошли взглянуть на аномалию». Трамплин показался мне совсем маленьким. Вряд ли у такой аномалии хватит мощности зашвырнуть бандита на клен. Да еще с такой силой впечатать между веток. Опять же, из дробовика стреляли, но не в пса и совсем в другую сторону. Однако гадать можно было до бесконечности. А солнце опустилось совсем низко. Мы поспешили дальше. Об агропроме я слышал много всякого. Это местечко переживало и лучшие времена. Когда в окрестностях обнаружили богатые артефактами аномальные поля, сюда сошлось много народу. Сталкеры и бандюки так и увелись вокруг заброшенного комплекса, да и военные частенько наведывались. Даже многочисленную семейку кровососов, обосновавшуюся где-то неподалеку, и ту то ли извели, то ли выжили. Сейчас наступило затишье. Залежи артефактов расхитили но агропром все еще оставался бойким местом. Когда мы вошли во двор сквозь пролом в бетонной ограде, я расслышал приближающийся вой слепых псов. «Ага», — удовлетворенно объявил Сидор, — «вот и Дуська». «Смотри, хромой, будет представление», — и скинул с плеча автомат. Молчун встал рядом с напарником и тоже приготовил оружие. Я поглядел на них, покосился на здание. В окнах уже торчали зрители. Никто не выказывал особого беспокойства, но я на всякий случай поудобнее перевесил калаш и стал ожидать развития события. Унылые завывания раздавались все ближе. Рыжие твари замелькали на пушке. Это деловито, без особой суеты. Я даже сумел разглядеть черные полосы на боках. Сквозь вой и тявканье донесся кабани виск. Не рых взрослого самца, верещал молоденький свин. Псы прыгали между тонкими стволами, возникали на опушке и снова скрывались. Постепенно эта чехарда приближалась к нам. Наконец я разглядел, что происходит. Псы дразнили молодого кабанчика и заманивали его к забору, то есть прямо к пролому, где мы расположились. Собаки метались, едва ли не под копытами мутанта, успевая отпрыгивать с завидной ловкостью. Вот они уже на открытом пространстве, я вскинул автомат. «Погоди!» – бросил Сидор, уловив движение краем глаза. «Сейчас выведут на позицию!» Я удивленно покосился на него. А псы заманивали кабанчика все ближе и ближе. Тот, наверное, уже начал уставать, но рывки его были по-прежнему мощными. Теперь зверей от нас отделяло не больше 30 метров. «Сейчас!» – спокойно произнес молчун. Из рыжи черного хаоса вырвалась крупная самка, цапнула кабана за морду и отпрыгнула. А тот проворно развернулся, замер на миг. Очень удобная мишень. Сидор с молчуном дали по короткой очереди. Пули прошили бок и морду зверя. Напарники стреляли справно. Один метил под лопатку, другой в висок. Спокойно, как в тире, они уложили мутанта. И стало понятно, что этот трюк сталкеры проделывают не впервые. «Это была Дуська», — пояснил Сидор, которая зарыла его куснула. «Хитрая сволочь! Будто знает, как кабана раком поставить, чтобы мы патронов зря не тратили». Я выглянул за ограду. Псы приступили к пиршеству. «Сейчас на куски разделают и уволокут», — пояснил Сидор. «Дуська умная», Лишний раз глаза не мозолит и наших не трогает. Не знаю, как различает, но узнает наших и младшим своим не дает нападать. Заметил, как они чужую свору прогнали и за тобой наладились. Но раз ты с нами встретился, все, теперь не тронут. — Поэтому и ждали мы тебя, — добавил Молчун. — Ну, там, на опушке. — Ну, спасибо. — Вроде верно. Сперва местные псы устремились за мной. Но едва я встретился с этой парой, отстали. Может, совпадение? А может и нет. Ладно, пойдем, поздно уже, жрать хочется. Мы поднялись по металлической лесенке на второй этаж. Там расположились сталкеры, шесть человек. Когда мы вошли, повисло натянутое молчание. Я сразу почувствовал разлитое в воздухе напряжение. Этот оборот Разлитое в воздухе напряжение пришел на ум, едва я кинул взглядом местных. Никто не сказал и слова, никто не поднял оружие. Ничего такого. Но я сразу ощутил недобрую ауру: Если бы я родился собакой, у меня бы шерсть на загривке встала. И явились, приветствовал нас мрачный сталкер, тощий сутулый мужик с палыми щеками на которых резко обозначились морщины. Позже я узнал, что его кличка Гвоздь. «Пожаловали!» – буркнул другой, плотный, с красным обветренным лицом. «Ну что, показывайте, что в рюкзаках, небось выверты!» С опозданием я сообразил, что все глядят на моих спутников. Сидора и Молчуна, а меня будто не заметили. «Ну, выверты, и грави еще!» – сказал Сидор. Втроем вот нашли. Вон не напирайте. Опять что ли по краже случилось? Теперь их взгляды сосредоточились на мне. Мы вместе артефакты нашли, подтвердил я. А что случилось? Да, воруют у нас. В разговор включился сталкер постарше, до тех пор державшийся в тени. Приглядевшись, я понял, что он и не старик, просто седой, единого темного волоса. Нашлась же крыса. А вы, мужики, спокойней, что ли? Идем поужинаем, разберемся. Мы перешли в зал с высоченным потолком, где на бетонном полу был разведен костер. За ужином сталкеры, перебивая друг друга, стали рассказывать, что недавно начались кражи. Люди собрались нормальные, прежде ни в чем таком никто не был замечен. Привыкли друг другу доверять. Я оказался свежим рынком сбыта их взаимных обид и подозрений. Но мужики и вывалили на меня ворох ничего не значащих подробностей. Пропадают в основном артефакты, порой вместе с контейнерами. Пару раз исчезали рюкзаки, но это редкий случай, потому что спать здесь зачастую приходится, подложив рюкзак под голову. Сразу почувствуешь, если тянут из-под тебя, еще продукты пропадали, кое-какая мелочевка. И всегда по ночам. Прямо хоть по комнатам запирайся. Хоть, говорю, запирайся от своих. Заключил седой сталкер. Это он фигурально выразился. Дверей здесь давно не осталось. Все до единой сожгли в кострах. Как и во всяком месте, где нет постоянного хозяина, двери и мебель идут на растопку. Сталкеры ночуют в зале, вокруг костра, все вместе, чтоб сообща отбиваться, если кто нападет. Ну а эти-то, молчун с Сидором, первыми встали, первыми и ушли нынче. Я и решил, эх, ну, извиняйте, что ли. Теперь, после обстоятельной беседы, тощему, похоже, стало неловко, что заподозрил приятелей в воровстве. Ну, чужих-то не было, как бы извиняясь, продолжал гвоздь. Ну, не дуська же артефакты таскает, мы бандюка нашли дохлого сообщил сидор с него сняли выверты, но ведь не мог же он тихо пролезть нас не потревожить не мог же а ну ладно давайте спать решил седой караульных будем назначать, а что ж раньше не караулили удивился я нам здесь спокойно Дуська чужих не подпускает в общем как обычно и бывает там где нет признанного лидера Сталкеры ни до чего не договорились. Разбрелись по углам и стали устраиваться на ночлег. Кто прижимал рюкзак к себе обеими руками, кто клал под голову. Костерок тихо потрескивал и чадил. В него насовали свежих веток, наломанных здесь же, внутри ограды. Где-то вдалеке, время от времени, подавали голос Дускины единоплеменники. Я оглядел зал. Помещение было длинное, под сводами и в дальних углах сгустились тени. С одной стороны, за дверным проемом, находилась комната с выходом во двор. Там дверь была железная, так что ее не сожгли, и сейчас на ночь заперли самодельным засовом. С другой стороны находился вход в каменный лабиринт. В проем навалили металлический лом и куски шифера. Пробраться можно, но пришелец непременно наделал бы шума. Груда мусора едва держалась и могла посыпаться от небольшого толчка. Сталкеры утверждали, что там нет выхода наружу, только на крышу. Но они убрали самодельные мостки, перекинутые на соседние здания. Я закурил сигарету из вещичек покойного бандюка и задумался, наблюдая, как растет мягкий столбик пепла за красным огоньком, медленно ползущим к моим пальцам. Докурил, бросил окурок в тлеющий костерок и прилег на матрас. Снилась мне Ларик. Она легко бежала по залитому лунным светом лугу. За ней длинными скачками носилась слепая сука Дуська с черными полосами на боках. Это было смешно и странно красиво. Проснулся я от брани Сидора. Костер давно прогорел, под утро стало прохладно. И сталкеры морщились, потягивались. Стоило сменить позу, вылезти из-под нагретых шмоток, как пробирал холодок. «Рюкзак!» — хрипло орал Сидор. «Мой рюкзак! Какая падла взяла! Ну, кто? Или подшутить надо мной после вчерашнего решили?» «Ну, ты гость!» Худой сталкер с морщинами на небритых щеках отмахнулся. Кровосос, с тобой уймись!» «Стал бы я так шутить!» «Если бы решил, что это ты мои выверты прибрал!» я б тебя без шуток. Теперь проснулись все. Сидели, почесывались, неуверенно косились друг на дружку. Рюкзак, повторял Сидор. Он же здоровый, всю снарягу, все барахло туда вчера упихнул. Но кто бы его унес, чтобы не разбудить, а? Рюкзак был у Сидора и впрямь здоровенный. Вроде того, из анекдотов про сталкера Петрова. Из парашюта переделанный. Унести такой куль без шума было сложновато. Да и куда унести? А Сидор расходился все сильнее. Орал, брызгал слюной. Не реви, буркнул молчун. И странно. Короткий окрик подействовал. Сидор умолк. А... Не мог Варюга уйти, если это чужой. Дуська бы не дала, объяснил молчун. Нужно здесь искать, поблизости. «По комнате пошуруем, да, мужики?» Я понял, что у Молчуна немалый авторитет. Сталкеры не Невладзе говорили, что, мол, конечно, помогут. Началась суета. Кто-то полез в кусты под окнами, кто-то стал оглядывать груды хлама под забором. Действовали с большим энтузиазмом. Однако беспорядочно. В этой странной компании не было лидера. Агропромовцы оказались анархистами а из-за постоянных краж и вовсе перестали друг другу доверять. Мы разобрали завал в дверях, ведущий в глубину строения. Сидор с молчуном пошли проверить нижние этажи, а я с парнем по кличке Зюзя поднялся на крышу. Искали они поодиночке, всеобщее недоверие дошло до того, что сталкеры, не сговариваясь, разбились на пары, чтобы приглядывать друг за другом. Зюзя был самым молодым, пожалуй, помладше меня, совсем пацан, Ему стало скучно. И пока мы поднимались по лестнице, он все бурчал, что никто здесь до нас пару месяцев не ходил. Вон пыли еще сколько. Зря сюда приперлись. Пыли, в самом деле, на ступенях. Скопилось порядочно. И никаких отпечатков. Я помалкивал. Мои мысли, честно говоря, занимала не пропажа, а собственные проблемы. Благо, их теперь хватало. Еще из головы не шел бандюк на старом клене. Зона учит не удивляться подобным штукам. Но все-таки какое-то объяснение должно существовать. А еще слепая собака и ворона на том же дереве. И разряженный дробовик парня. Оружие-то молчун обнаружил полусотни шагов от дерева. Странно все это. А, странно. Но вот мы вышли на крышу. Я уставился в небо. Прозрачное, чистейшее небо зоны. Не совсем голубое, с легким оттенком серого. В зоне все, куда ни глянь, имеет такой оттенок. Мне это как раз и нравится. «Да вот же он!» – закричал вдруг Зюзя. «Гляди!» Я опустил глаза. Разодранный в клочья рюкзачище Сидора валялся у дальнего угла крыши. Вокруг были рассыпаны вещички сталкера. Обоймы к ПМ, тряпье, барахлишка – Любой из нас таскает подобный хлам, хотя Сидор был запасливее многих моих знакомых. Зюзя принялся взволнованно орать, перегнувшись через парапет. Его услыхали те, кто копался во дворе, кликнули пострадавшего. Вскоре по лестнице затопали тяжелые ботинки Сидора. Он кинулся к своему имуществу, начал сгребать кучу, что распихивал по карманам, что откладывал в сторону. Рюкзак его восстановлению не подлежал, так их скромсали, Следом пришел молчун. Взял за лямку изодранный рюкзак, потянул, не вышло. Другая лямка напоролась на острый штырь и держалась крепко. Мне пришло в голову, что похититель разодрал вещь со зла, когда дернул и не смог уволочь. Нетерпеливый какой, ведь можно было потратить минуту, оцепить, в конце концов, отхватить лямку ножом. Так ведь нет, порвал прочный брезент, расшвырял добычу. Зачем брал, спрашивается. И почему притащил сюда, наверх? На крыше сделалось людно. По одному, по двое поднимались сталкеры. «Ничего не пропало», — спросил Седой. «Не пойму, Белый», — растерянно отозвался Сидор, вертя в руках контейнер, тот самый трофейный, с дерева. «Э, да это же мой!» Вдруг подал голос гвоздь. «Мой контейнер из рюкзака!» Сидор уставился на вещь, словно впервые увидел. Тот там -то мне знакомым показался. Но мы ж с бандюка сняли, а, молчу, хромой. Я сунулся подтвердить, но гвоздь только махнул рукой. Ладно, верю. В последнее время случилось столько непонятных происшествий, что объясняться уже никому не хотелось. Пришлось вернуть трофей законному владельцу. Я тоже расстался с вывертом. Мы, конечно, тщательно оглядели крышу, но не нашли никаких следов похитителя. Да и какие следы? Я попытался объяснить, что и на лестнице лежал толстенный слой пыли, но мои слова не произвели никакого эффекта. А сейчас по лестнице уже успели потоптаться. Да и что толку в моих наблюдениях? «Нужно Дуську по следу пустить», – предложил Зюзя. Все посмеялись без особого энтузиазма. С тем и ушли вниз. Снова развели костер. Я вызвался принести сушняка. Хотелось побыть одному. Постепенно сталкеры разбрелись прочесывать окрестности. А я сделал несколько рейсов за дровами, чтобы хоть как-то отблагодарить хозяев за гостеприимство. В кустах нашел разорванную книжку без переплета и прихватил с собой, чтобы почитать на досуге. Я вообще-то люблю читать, а в зоне книжек нет. Разве что какая случайная электронка с ПДА. День прошел без происшествий. А вечером мой хворост перетащили к дальней двери, чтобы получше перегородить проем. Завалили дыру на три четверти и как ни в чем не бывало развели костер. Удивительно беззаботный подобрался народ. Когда удалось отыскать часть украденного, все успокоились. И, конечно, караульных снова назначать не стали. После ужина разбрелись по углам и дружно захрапели. Я целый день прохлаждался, поэтому не устал и решил заняться культурной программой. Сперва проверил почту. Конечно, трофейный ПДА включать не рискнул. Вышел в сетку со своего. Привычно стер накопившийся спам. Товарищи из Таринген совсем оборзели. По три рассылки в день – это явный перебор. Если вы ищете место, где можно перекусить и отдохнуть, Место, где можно хорошо выпить и поговорить. Место, где вам всегда подскажут, как подзаработать. Оказывается, еще днем пришло письмо от Ларика. Сестра писала, что устроились нормально, все здоровы. И ни единого смайлика. Так мы с ней условились. Мы конспираторы. Если бы коллеги по Шацкина прислали фальшивое письмо, непременно скопировали бы манеру обезьяны царить смайликами. Вот я и велел ей обуздать страсть к электрическим улыбкам. Еще была рассылка от корейца. Мол, на свалку не ходить, там жарко. Оно и понятно, армейская операция. Больше писем не было. Я попробовал почитать найденную книгу, однако костер давал недостаточно света, так что я обернул желтые странички подвернувшись кусок полиэтилена, спрятал в рюкзак и улегся. Не знаю, сколько я проспал, мне показалось, что суматоха началась, едва я закрыл глаза. Да и костер не успел окончательно прогореть. Я подскочил среди общего хаоса. Все рали, ворочались, лязгали оружием. К счастью, стрельбу никто не устроил. А то хуже всех пришлось бы мне. Я-то лег рядом с костром в середине, тогда как прочие братья пристроилась под стенами. Теперь-то я понял, почему они не стали ложиться у огня. Когда продрал глаза, увидел Сидор размахивать мешком, который упаковывал поклажу из разорванного рюкзака. Размахивал как-то странно, держась за перетянутую веревкой горловину, а приличных размеров мешок мотала перед сталкером, будто его стискивали невидимые сильные руки. «Кровосос!» – заорал с просонок Зюзя. «Незримый, мать моя женщина!» И тут же принялся палить. Я снова повалился на пол, чтобы не попасть под шальную пулю. Парень стрелял не наугад. Он метил в пустоту на противоположном конце мешка, в который вцепился Сидор. Сталкер испугался нервного стрелка больше, чем невидимку. Разжал ладони. Мешок отлетел по пологой траектории потом взмыл к потолку, секунд двадцать покачивался там в темноте, затем его понесло по кругу. Мешок плавно снижался, держа направление к двери, на три четверти заваленной ломом, шифером и хворостом. Тем временем происходило много событий. Сталкеры привставали с лежек, водили стволами, красные отблески горящих углей играли на матовой стали. Кто-то включил фонарик. Я на четвереньках смещался к стене. Белый ударил зюзю снизу по рукам, подбросил ствол, и последние пули ушли в потолок. Мешок, будто напуганный этой пальбой, свалился на пол. Оказавшись под стеной, я тут же выставил ствол и успел поймать краем глаза картинку. Молчун, приоткрыв рот, глядел в темноту над головой. Я сообразил. Сталкер, обладающий феноменальным слухом, разобрал в какофонии что-то такое, что привлекло его внимание, какие-то необычные звуки. Я-то слышал только шорох одежды, руга не скрежет. Но когда вслед за молчуном глянул вверх, показалось, вроде. Я еще не додумав мысль до конца, рявкнул. «Гаси фонарь!» Я кинулся к костру, прыгнул в угли, стал топтать их. Потом догадался швырнуть на тлеющие ветви, продавленный ватрас, служившим мне ложем. Удивительно, но меня послушались. Сталкеры замерли, погасив фонари. Грязный матрас с шипением и вонью прибил угли, стало темно. Тут и я разобрал тихое, не то рычание, не то утробное бульканье над головой. И, наконец, увидел. Мягко светящийся голубоватый огонек, сопровождаемый шлейфом мутной туманной дымки, плыл в кромешном мраке под бетонными сводами снижаясь к выходу. Разглядел свет не только я. Тут же началась пальба. Холодный огонек полыхнул ярче, задергался, зарычал. Это было слышно даже сквозь грохот выстрелов. Мешок сидора снова взлетел над полом, ударил Зюзю. Парень истошно заорал что-то про кровососа и свою маму. Со скрежетом взвились помятые консервные банки. Закопченный котелок метнулся к белому в лицо. Мой матрас снова перевернулся и мягко, но сильно ткнул меня в грудь. Я не удержал равновесия, сел на пол, но автомат не выпустил. Я уже сообразил, полтергейст держит путь к двери, заваленной хворостом. Значит, рано или поздно ему придется протиснуться в узкий проход. Мутант отступал без спешки. Он снова и снова подхватывал, что удавалось с пола, и методично швырял стрелков я не открывал огня, ждал. Когда почудилось, что в узком черном проеме вижу слегка подсвеченный голубым туман, надавил на спусковой крючок. Пули попали в цель, но вряд ли я нанес серьезные увечья твари. Мутан разразился воем, колючий ворох ветвей в двери вздрогнул. Несколько сучьев метнулись к нам, а полтергейст рыча вывалился из проема по ту сторону заградительного сооружения. Булькающий хохот стих за стеной, он по бетонным закаукам эхо выстрелов, и стало тихо. А что это было? спросил Зюзя. Мужики, посвятите, раздался голос белого. Башку мне, сука, разбил, что ли? Вспыхнул фонарик. Потом другой. Лучи сошлись на седом сталкере. Зюзя хихикнул первым, потом остальные рассмеялись. Я тоже хохотал. Отпускало напряжение после схватки. Белый превратился в брюнета, вернее в эфиопа. Его равномерным слоем покрыла копоть, взившаяся при ударе котелка о голову. Потом смех стих. Я стал разводить костер. Зюзя полез в рюкзак за аптечкой. На лбу белого красовалась здоровенная ссадина. Стройка крови текла по прокопченной щеке. «Крепко у тебя башка, белый!» – заметил гвоздь, вытирая рану тампоном с антисептиком. «Прям котелком в лоб засветил мутант. Мог бы и убить». Седой сталкер зашипел от боли, потом объяснил. «Он не мог полную силу лупить, потому что во все стороны швырял, не целясь, что подвернется». Тут все дружно заговорили, перебивая собеседников. Всем хотелось проявить смекалку, объяснить Зюзе, что именно произошло. Теперь-то многое стало понятно, и отсутствие следов на пыльном полу, и разорванный рюкзак на крыше. Конечно, полтергейст не стал бы распутывать узла, да и ножа у него нет, чтобы отрезать спутанную лямку. Преследовать летающего мутанта ночью никому в голову не пришло, да и какой смысл? Мы уже знали, что тварь покидает здание через люк, ведущий на крышу. Сталкеры стали заново укладывать барахло и расшвыривать по углам мусор, который метал полтергейст. Сна не было ни в одном глазу. Я оттащил матрас, сгреб в кучу угли, снова развел костерок. И неожиданно понял, что все поглядывают на меня. «Ну, так что будем делать?» – спросил Белый. Свежие бинты на его голове четко выделялись в темноте. «Может, он больше не вернется?» – неуверенно поинтересовался Зюзя. «А ты помолчи, не тебя спрашивают», – одернул его гвоздь. «Хромой, как нам быть?» Вот это номер, а я-то тут при чем? А почему ты меня спрашиваешь? А кого мне, полтергейста, спрашивать? Гвоздь неуверенно ухмыльнулся. Я на тебя глянул, пока эта суматоха шла. Ты будто знал, что делать, пока мы дурака валяли. Встречался с этими тварями, а? Ну, вообще-то, из-за такого я и хромаю. Как-то было дело. И я тоже обратил внимание, поддержал Белый ты один не палил в потолок а ждал пока тварь в дверь сунется я тоже догадался да поздно так что давай выкладывай что думаешь меня смутило всеобщее внимание вроде я ничего такого не сделал потом дошло бригада без лидера все косятся друг на друга подозревают в воровстве ревнуют к чужому успеху в такой ситуации все начинают приподнимать авторитет чужака, лишь бы ни одного из приятелей, чтобы не сделался вожаком. Я просто удачно подвернулся. Ну, я постарался напустить на себя задумчивый вид. Думаю, можно попытаться найти его логово. Наверняка знать не могу, но слыхал, что днем полтергейсты не так опасны. Ну так а чего днем делать? Не отставал гвоздь. Контейнер на крыше валялся так, он был у Сидора в рюкзаке, а нашли мы его у дохлого бандюка. «О, точно!» – обрадовался Сидор. «Я рюкзачок покойного возьму, прикантоваться, пока себе новый справлю». «Где там он завалялся?» «Да помолчи ты!» – бросил Белый. «Ну, хромой, так что дальше? Я вроде понял, но ты сам скажи». «Я думаю...» А сам на ходу прикидывал логическое построение мысли то у меня было хоть отбавляй, но в цепочку они выстраивались постепенно. Что полтергейст утащил вчера хабар гвоздя, спрятал в логове. Бандит нашел, схватил, что подвернулось, и дал дюру. Полтергейст его настиг. Парень только раз успел шмальнуть из дробовика, и мутант зашвырнул его на дерево. Он вообще, наверное, агрессивно настроен к тем, кто у его логова появляется. И пса заодно уделал, и ворону. Я думаю, искать нужно там, где молчун дробовик нашел. А оттуда уже двигаться. Вряд ли полтергист только одну собаку пришиб. Должно быть еще. Вот и поглядим, где там кладбище <coughs> домашних животных. Утром выяснилось, что белый идти не может. Что-то, башка болит и кружит как-то виновато пояснил сталкер, осторожно трогая забинтованный лоб. И мутит, как спахмела. Сотрясение мозга, определил гвоздь. Зюзя, останешься с белым. Парень принялся спорить, но лениво. Видимо, просто чтобы авторитет поддержать. Я уже знал, что он бывший студент-медик, почему-то бросил институт после третьего курса. Наверное, учился плохо. Тем не менее, санитаром он был вполне квалифицированным, потому что за годы учебы успел приобрести профессиональные навыки, а заодно нахвататься специфических прибауток против патологоанатом лучше диагност или хорошо зафиксированный больной в анестезии не нуждается. В общем, побурчал для приличия и согласился остаться, а мы двинули к старому клену. Я предполагал, что стая Дуськи, хотя и установила дипломатические отношения с бригадой агропромовцев, не побрезгует раскопать и сожрать мертвеца. Однако могила оказалась не потревожена. Да и собак в округе видно не было. Может, полтергейст приучил их бояться этого места? Мертвая псина на дереве казалась нетронутой и уже начинала вонять. А под кленом мы обнаружили три вороньих трупика – Хозяин исправно гонял птиц от своего логова. «Где дробовик нашли?» – спросил гвоздь. Молчун зашагал к тому месту, мы следом. Там, где накануне подобрали оружие, все дружно оглянулись, замечая направление от старого клена, и медленно пошли дальше. Вскоре попалась мертвая собака. Вроде бы ничего такого, но труп был не тронут зубами и клювами, тихо лежал себе и явно не первый день. Зона – очень хорошо организованный мир. Здесь ресурсы не пропадают зря. Все подлежит утилизации. Мертвых зверей сжирают, сталкерскую снарягу снова пускают в ход. Тем удивительнее выглядел мертвый пес. Кстати, на облезлых боках его я приметил темные полосы. Мы пересекли открытое пространство и полезли в заросли. Сразу сделалось как-то неуютно, Лес вокруг был мертвый, вроде того клена, с которого мне пришлось стаскивать мертвеца. Когда дул ветер, сухие ветви терлись друг от друга с неприятным скрипом. «Вы теперь осторожней!» – предупредил гвоздь. «Чует мое сердце, где-то здесь он прячется, гад!» Я поглядел на молчуна. Тот слегка пожал плечами. Его феноменальный слух мог быть полезнее любого датчика, но сейчас сталкер не ощущал угрозы мы рассредоточились и углубились в мертвый лес. Писк датчиков известил о присутствии аномалий. Я увидел, как прямо по курсу лениво крутится в столбе пыли горсть пожухлых листьев. Карусель не включалась, поджидала, пока в ее объятия угодит жертва покрупнее. Шагавший слева от меня Сидор стал забирать в сторону. Я тоже отклонился от курса. Вот тут-то мне в голову и полетел булыжник. Глядя на карусель, я прозевал новую угрозу, а когда заметил, уклоняться было поздно. Только и успел, извернувшись, принять удар в плечо. Боль пронзила такая, что в глазах потемнело. Как тогда у пещеры бюреров. Пока я проморгался, полтергейст успел обрушить град снарядов на нашу цепочку. В ход пошли камни, комья, земли, палки. Пронзительно заорал сталкер, шагавший на левом фланге. Потом он рассказал, что мутант запустил ему прямо в лицо черепом. Несколько человек разом открыли огонь. По лесу пошел грохот и треск, посыпались срезанные пулями ветви. Как раз когда ко мне вернулось зрение, Сидор взревел так, будто ему псевдогиганта на ногу наступил, и я увидел, как Сталкер ползет к аномалии. Ползет не совсем верное слово, потому что Сидор стоял, вернее, полулежал в воздухе, откинув корпус назад. Каблуки бороздили землю, оставляя глубокие борозды. Сидор взмахивал раскинутыми руками. Я перехватил его взгляд. В глазах был ужас. Включившаяся карусель подтягивала к себе все, что сумело захватить периферийным потоком. Должно быть, сработало от одного из снарядов мутанта. Мы к смолчуном кинулись к Сидору с двух сторон. Я взмахнул рукой. Пальцы мазнули по рукаву сталкера. Но тут карусель рванула сильнее. Сидора развернула, и я не успел его схватить. Зато у молчуна получилось. Он дернул приятеля на себя. Ноги Сидора уже отрывались от земли. Сталкеры упали. Я тоже прилег, потому что уже ощутил цепкие объятия аномалии. У самой земли тянуло слабее. Я обеими руками схватился за сапог молчуна. Мы трое извивались в мягкой лесной подстилке. Вокруг летали клочья коры, ветки, жухлая листва. Сталкеры прекратили стрельбу. Полтергейст никак себя не проявлял. Все следили за нашими попытками вылезти из объятий аномалии. Гвоздь упал на живот и, сжимаясь в грязь, пополз ко мне, вытягивая грязную пятерню. Бабах! Аномалия разрядилась с оглушительным грохотом и треском. Нас осыпало градом изломанных веток, и все стихло. «Где он?» — глухо спросил Сидор. «Где это падла?» Сталкер лежал, зарывшись лицом в лесную подстилку. Руки до локтей исчезли в мягкой гнили. Я сел и огляделся. Мир вокруг был почему-то черно-белым. Черные мертвые деревья, серая земля, белесое слепое небо. День выдался пасмурный. Впереди за деревьями на земле виднилось какое-то жирное пятно. Я подобрал автомат, отряхнул грязь и побрел к нему. Остальные потянулись следом. Откуда вообще взялся этот мутант? Рассуждал на ходу гвоздь. Они ж здесь не водятся. Я остановился. Передо мной лежал покойник. Его изгрызли слепые псы, да и провалялся он здесь никак не меньше двух недель. Когда-то на человеке была армейская форма но сейчас от нее осталось слишком мало, чтобы определить даже звание. Я поднял и сунул в карман плоский металлический футляр, не поврежденный зубами мутантов. Больше ничего ценного на глаза не попалось. Дуськина стая похозяйничала основательно. Подошли остальные, встали рядом. Ну что, куда теперь? Я задумался, что бы такое умная зречь. Но тут у мутанта не выдержали нервы. Или из чего там у него состоит нервная система? Темный силуэт метнулся из-за дерева, откуда тварь наблюдала за нами. Летел полтергейст на высоте в два моих роста. Он снова попытался атаковать. Но в этом месте не нашлось подходящих камней. А город веток нас не мог остановить. Да и аномалий, чтобы отвлечь, больше не было. Днем он в самом деле был куда лучше виден и бой оказался недолгим. Пару минут полтергейст держался стойко, хотя и получил пяток ранений. А он носился между стволами, хохотал, выл, швырнул в меня обломки калаша, наверное, принадлежавшего убитому солдату. Мы бежали цепочкой. Стреляли, едва удавалось поймать на мушку расплывающийся туманом серый силуэт. Наконец мутант рухнул и стал колотиться, взметая груды сора. Мы уже не могли остановиться, и полтергейста в миг и задрали автоматные очереди. Сидор, прихрамывая, подскочил к умирающему мутанту, поднял дробовик, тот самый трофейный, и разрядил оба ствола. Истеричный хохот оборвался. По древесным стволам ударили влажные дымящиеся клочья, в которые превратилась тулова мутанта. Я подошел ближе, но глядеть было уже не на что. Верхняя часть уродливой башки разворочена выстрелами. Дробь разнесла то место, где у человека находится рот. Длинные узкие ноздри дрогнули в последний раз и сжались, как рыбьи жабры. Серая морда мутанта посветлела. Тут я почувствовал, как зверски ноет ушибленное камнем плечо. И решил, что нога реабилитирована. Не одна одна притягивает несчастье. Я весь такой везучий. «Эй, сюда!» – позвал из-за деревьев молчун. Мы оставили стерзанное тело и пошли на крик. Молчаливый сталкер сумел обнаружить тайник полтергейста в широком дубле. Тут же все загомонили, разбирая украденные вещи. Молчун запускал руку в дупло, сосредоточенным видом шарил там и вытаскивал контейнеры, консервные банки, пистолеты – я отошел в сторону. Меня-то мутант не успел ограбить. Я не претендовал на добычу. Куда больше меня занимал футляр мертвого солдата. После нескольких неудачных попыток удалось подцепить ножом крышку. Внутри оказался сложенный в несколько раз желтоватый листок. Подполковнику Шацкину лично в собственной руке было написано на нем. Весьма вдохновляющее начало. — Эй, хромой! — окликнул Сидор. «Смотри, сколько всего! И водка!» «Сегодня празднуем!» – поддержал Гость. «Да с хромым поделиться надо, слышали? Хромой, иди сюда!» Я сунул бумагу в карман и присоединился к остальным. «Выбирай!» – торжественно предложил Сидор. «Да я... А что здесь бесхозное? Вот это, наверное...» Мое внимание привлек оранжевый контейнер явно не принадлежавший никому из компании агропромовцев. Взвесил на ладони, что-то есть, тяжеленький. «Бери, бери!» – поощрил краснолицый коротышка. Его звали Буряк, и это была настоящая фамилия. «Может, еще что хочешь? Не скромничай, заслужил!» Приоткрыв крышку, я заглянул в оранжевый контейнер. Мерцающий кристалл был мне знаком. Я даже не стал уточнять у сталкеров, зеленый ли он точно такой же, как Кольчевске, только размером поменьше. Нет, этого хватит. Разве что патронов к калашу подкинете. На базе нас встретили четверо. Кроме Зюзи и Белого, в зале сидели еще двое сталкеров. Оказалось, гонцы возвратились. Время от времени обосновавшаяся на агропроме компания анархистов отправляла делегатов к перекупщикам обменять хабар на припасы и снарягу. «Долго ходить пришлось», — объяснял старший гонец. «Вокруг свалки вояк немерено, вертолеты, техника в обход повернули. А вы чего такие радостные? Поймали, что ли, полтергейста?» Белый с Зюзей уже пересказали вновь прибывшим наши новости. «А как же! Ох и драка была! Что ты!» — ухмыльнулся Сидор. «Завалили гада, нычку его отыскали». Весь хабар нашелся, да еще и набрали там всякого. Потом местные стали готовить праздничный ужин с выпивкой по случаю успешного завершения дельца. Меня к приготовлениям не привлекали, так что я украдкой прочел письмо, адресованное Шацкину. Донесение «Б» подтвердилось. «К» отделился от «О» сознания. К нему примкнула часть «Монолита» из офицеров Лымарь, Хадаев, Хурылев и Довженко. «К» занял запасную базу «Монолита». Б. Двойной агент. Мы были обнаружены. Аппаратура выведена из строя. Сообщение отправить не удалось. Преследуют мутанты и монолитовцы. Группа заняла оборону. С донесением и образцом Х отправляю сержант Ярчука, старший лейтенант Шацкин. Прощай, папа. Вот так. Сержант не дошел. Один из преследовавших мутантов сумел настичь его у агропрома. Я слыхал байки, будто члены осознания умеют управлять мутантами. Выходит, что Полтергейст имел программу догнать военного, отнять образец X. Вот этот самый зеленый кристалл. Здесь мутант оказался далеко от хозяина. Сменить программу было некому. Он и продолжал таскать все, что хоть отдаленно походило на контейнер. А может просто не понимал, что именно он должен отобрать и у кого. Теперь этого я не узнаю никогда, разве что удастся добраться до таинственного ока, который отделился от осознания. Еще я теперь стал лучше поднимать Шацкина, и то, почему он отпустил меня в Кольчевске. Шацкин хотел найти следы сына любым способом, и я был одним из таких способов. Но все равно он сволочь. Глава третья. Бар Снежинка. С агропрома мы ушли вдвоем с Зюзей. Пацану надоело прозябание в этой дыре, и единственное развлечение – посидеть у костра с дрянной водкой, да послушать ворчание стариков-анархистов под завывание Дускиных сородичей. После истории с полтергейстом, парню захотелось еще приключений, в таком же роде, и он решил податься на север. А когда я сказал, что собираюсь валить, предложил проводить в бар Снежинка, где якобы обосновались его приятели. Меня напоследок осыпали похвалами и звали заворачивать, если буду мимо проходить. Но я не сомневался, что честной компании будет только лучше, если я уберусь, Здесь сложился коллектив угрюмых ворчунов, которые с трудом и друг другу-то притерлись. Чужие им ни к чему. Неудивительно, что разбитной легкомысленный Зюзя чувствовал себя тут не в своей тарелке. Сперва мы шли к северо-востоку, чтобы обогнуть янтарь. Там сейчас легко можно было натолкнуться на посты военсталов. Потом свернули к северу. Места пошли более опасные. Случалось, пропадал спутниковый сигнал. Иногда датчик аномалий по несколько минут не смолкал. И невозможно было определить, на что именно он реагирует. Приходилось глядеть в оба, чтобы не вляпаться. Я быстро понял, моего опыта тут уже недостаточно. Зюзя тоже не ветеран, и мы решили пройти более безопасным маршрутом по территории, контролируемой долгом. У меня отношения с долговцами никогда не ладились, но из двух зол, если выбирать между непроходимыми аномальными полями и общением с долговцами, я предпочитаю этих бравых парней. Пришлось, конечно, заплатить на долговском блокпосте, но тут уж ничего не поделаешь. Этот порядок давно установлен. Зато по охраняемой долгом территории мы за день отмахали на север столько, сколько и за трое суток не преодолели бы по ничейным землям. Когда покидали вотчину группировки, на нас никто не глянул. Охрану интересовали только входящие, потому что они платят. Выход бесплатный, пока что. Зюзя подслушал, что долговцы обсуждают недавнюю перестрелку со свободой. «Земля к югу от рыжего леса пока что ничья», — объяснил он. «Трудно поделить» потому что на эту территорию претендуют и долг и свобода, пока не грызутся такие точки как бар снежинка не принадлежат никому вернее есть несколько человек ну которые в авторитете один бар держит, но перекупщики там склады устроили они ему не платят бар снежинка в зоне ничуть не напоминал кафе, где я так романтично ухаживал за лариком и подслушивал беседу шацкина с капитаном. Когда-то здесь была скотобойня. Не то совхозная, не то кооперативная. Вообще до аварии в этом месте располагался животноводческий комплекс. Но сейчас большая часть зданий лежала в руинах. Сохранились погреба, морозильник. Там и устроили бар. Громоздкое холодильное оборудование разобрали и вынесли. А обширное подземелье с массивными воротами осталось. Выброс пережидать в самый раз ну и в остатках надземной части комплекса оборудовали ночлежку. Поскольку хозяина этот комплекс не имел, порядок навести оказалось некому. Однако житье тут было организовано куда лучше, чем на агропроме. Народ собирался постоянно, и Зюзя быстро отыскал знакомых. А я остался в одиночестве. «Обратись к бледному», – посоветовал мне один из приятелей Зюзи. Он новичков берет, у него многие начинают. Походишь по маршруту для начала, это лучше, чем свободный поиск. Ну а потом оглядишься, освоишься, вон он в углу. Перекупщик, устроившийся неподалеку от стоянки, оказался в самом деле очень бледным парнем. В тот вечер я к бледному не пошел. Сперва хотелось отдохнуть и отоспаться. А Зюзя времени не терял, растрезвонил, что я знаменитый следопыт и великий боец. Так что, когда я на следующий день пошел знакомиться с Бледным, тот уже знал обо мне даже больше, чем я сам. Хромой, наслышан, наслышан. Перекупчик растянул губы в улыбке. А тебе тут много болтают. Этот, как его, пацан. Я только вздохнул. Зюзя оказался треплом. Это я понял в пути. Просто на агропроме его не слушали. Коллектив не тот. Ну а здесь он уже наговорился в волю. «Если хочешь, дам работу», — продолжал бледный. «Дело простое. Мои люди сносят хабар в тайник. Я даю тебе координаты, ты забираешь артефакты. Взамен оставляешь снаряг, припасы и обратно налегке. Координаты и подробный маршрут скину на ПДА». Сделаешь несколько ходок, освоишься в наших краях. Только дальше моего схрона не заходи. Там места опасные. Не для новичков, понял. Чувство опасности ⁇ великая вещь. Зона ⁇ такое место, где зачастую лучше полагаться на интуицию. Зона умеет обмануть пять стандартных человеческих чувств. Здесь не помогут стопроцентное зрение и острый слух. Зато интуиция убережет. Я доверчивый. Я внимательно отношусь к ощущению опасности. Может потому и жив до сих пор. Вот и сейчас мне сделалось не по себе и стало тревожно, прежде чем я засек что-то конкретное. В зоне всегда тревожно, но сейчас я ощутил нервный зуд и остановился, чтобы оглядеться еще разок. Автомат и так держал наготове. Теперь рука скользнула по предохранителю. Это нервы. Я на предохранитель не ставлю, когда один иду, но пальцы сами тянутся проверить. ПДА не показывал ничего интересного. Ни единого сигнала поблизости. Только на периферии экрана смещаются светлые пятнышки. Толком не разобрать, кто это и сколько их. Так что я сосредоточился на кустарнике. Если где-то рядом притаилась опасность, то вряд ли это человек. А притаилась наверняка. Шестое чувство зря бы не сполошилось. И ведь что досадно. До цели, призывно светящейся на мониторе ярким крестиком, оставалось совсем немного. Крестик-то почти в центре экрана. Тяжеленный рюкзак натягивал лямки. Плечи ныли, хотелось скорее покончить с этим делом, избавиться от груза, но я остановился. Заросли выглядели довольно паршиво. Обзор был никакой, и все же я не рискнул выбираться на открытое пространство. Стоял и оглядывался. Тот, кто прятался в кустах, самер, не выдавая себя ни малейшим движением. Кто первым шевельнется, тот проиграл. Спустя пару минут я все же решился потихоньку двигать дальше. Но тут расслышал хриплый вздох. Очень уж характерно прозвучало. Я развернулся и замер. Ну, давай, тварь. Теперь я знаю, где ты прячешься. Кусты дернулись, роняя листья. Воздух пошел волнами, будто лес прыгнул навстречу. Очертания заросли, встрепенулись и поплыли. Я встретил кровососа длинной очередью. Не будь на мне поклажей, я бы постарался отступить. Но тяжелый рюкзак тормозил, лишал возможности маневра. Оставалась одна надежда – свалить мутанта сразу, не дать ему сойтись вплотную и пустить в ход когти. Поэтому я взял низко, на уровне широченной груди твари. Главное – попасть, сдержать мутанта, а при отдаче ствол сам уйдет вверх. И если мне повезет, попаду в башку. Кровосос хрипло взревел, но его рык потонул в звуке выстрелов. Едва первые пули ударили в грудь мутанта, он стал видимым. От боли потерял контроль над маскирующей функцией. Корвососа швырнуло, он продолжал переставлять ноги, но пули били в него, толкая назад. В воздух взвелось обрубленное пуле щупальцы. Пули прошили горло, разворотили челюсти. Кажется, я заорал. Да, точно я орал. Сдохни, сдохни. Еще помню ощущение страха. Патроны закончатся, а мутант так и будет шагать ко мне. Очередь все грохотала. Я кричал. Кровосос уже не рычал, а булькал. Из развороченной морды летели багровые очметки. Ворохом взлетали капли крови. Удары пуль кренили его назад. Но он шагал, шагал. Автомат смог. Я все еще вдавливал палец в спусковой крючок и, слышав эхо, словно где-то вдалеке, полил другой калаш. Кровосос сделал последний шаг, потом стал валиться навзначь. Однако щупальце встало торчком, как рог. Я швырнул автомат мутанта, рванул из-за пояса Вальтер. Поднял, но это уже было ни к чему. Кровосос рухнул в груду гнили, задергался в конвульсиях, взбивая палую листву, хрустя сучьями. Потом я услышал щелчки выстрелов. Это уже не АКМ. Что за оружие, я на слух не смог определить и решил поскорее убираться. Едва глянув на мутанта, понял, что возиться и вырезать челюсть не стоит. Трофеи вряд ли удастся продать. Щупальца искромсаны пулями так, что от них мало осталось. И еще подумал, что не смогу нагнуться с таким тяжеленным рюкзачищем. Ноги сделались ватными. Если поблизости стреляют, нужно сваливать. До цели осталось недалеко. Избавлюсь от рюкзака, тогда и проверю, что к чему. Я осторожно обошел умирающую тварь. Рывки и судороги кровососа остановились все тише. Но зачем рисковать? Обогнув лежащего монстра, я подобрал в кустах свой калаш. Для чего пришлось аккуратно присесть, чтобы не смещался центр тяжести. Перезарядил автомат и еще раз глянул на ПДА. Тот показывал, что поблизости чисто. Я сориентировался по крестику центра монитора и пошел дальше. Пока шагал к пункту назначения, снова услышал выстрел. Теперь уже совсем далеко, едва различимо. Может, мне и показалось, откуда здесь такая активность. Рыжий лес рядом, туда мало кто ходит. Места небогатые, зато опасные. Разве что сталкеру наверняка известно, где имеется хабар. Тогда есть смысл. А иначе за каким чертом лезть к рыжему лесу? Это просто у меня такая ситуация сложилась, что хочешь не хочешь, а как-то нужно жить. Вот и согласился сделать эту ходку. На экране маркер цели уже совсем слился с перекрестием линий координатной сетки. И тут же комп тихим писком известил меня. Цель найдена. Несколькими секундами позже вновь раздался писк. Упало сообщение. Писал бледный мой наниматель. Хромой, ты у цели. Найди большую поваленную ель. Дай знать. Хорошая у него техника, если может засечь сигнал с моего компа. Или бледный где-то рядом. Нет, вряд ли. Ему полагается сидеть в снежинке. Работа такая. Еле обнаружилась в десятке шагов. Толстенное дерево, вывернутое с корнем. Вросший в землю ствол, полускрыт горой опавших игл. Я гляделся, все чисто. Интуиция моя тоже помалкивала. Местечко здесь хорошее, в хвойном лесу нет кустарника. Только пронизанные солнечным светом ряды молодых елей. Я отбил ответ бледному. 777-456. На месте. Цифры с точкой, условный знак, Теперь бледный точно знает, что отвечаю я, а не посторонний с моего компа. Пришел ответ. Иди вдоль ствола к вершине. Сто метров. Не отключая почтового режима, я двинулся в указанную сторону. Эта здоровенная ель лучше любого компаса. В зоне он может шалить по-всякому. А такой тяжелый ствол и псевдогигант вряд ли сдвинет. Хороший ориентир. Я отмахал сто метров, ни аномалий, ни мутантов. Тишина. И остановился у толстенного бревна. Похоже, эта ель почти такая же старая, как и первый ориентир. Только здесь был децелый ствол, обрубок пятиметровой длины. Да и приволокли его не так давно, в землю пока не врос. Я у бревна. Сверху крышка, потяни сук, откроешь тайник. Точно, торчит обломок ветки ну значит тут у них схрон только у кого у них я пока не мог сообразить на кого работает бледный устроено все отлично продумано грамотно и связь и шифры и ориентиры он действует не один тут видна работа какой то группировки какой кому нужны эти игры в казаки разбойники ладно не мое дело я еще раз огляделся аккуратно высвободил плечи из лямок, опустил рюкзак у бревна и с облегчением вздохнул. Теперь сук. Взялся за него левой рукой, правой держал оружие. Крышка оказалась тяжеленная, срезанный кусок дерева почти метр длиной. Поднять не вышло. Я сдвинул ее вдоль ствола, приоткрывая нутро тайника. Там лежали три контейнера. Дальше все просто – контейнеры вынуть, а на их место сгрузить содержимое моего бездонного рюкзака. Хорошо, обратно буду шагать налегке. Контейнеры едва ли 7 кило тянут. Готово, иду назад, отбил я бледному, и он напомнил. Сотри переписку. Да, об этом заранее условились. Я почистил почтовый ящик, потом вошел в сетку. Глянул свежие сообщения. Ничего интересного. И выставил на ПДА новую цель, бар-снежинка. Ну, путь. Обычай гласит Не возвращайся той дорогой, какой пришел. Я так думаю, логичного объяснения здесь нет. Однако в основе любой сталкерской традиции лежит опыт, накопленный путем проб и ошибок. Великие первопроходцы вычислили правила, и не нам их нарушать. А чтобы было легче, правила сформулированы в виде легенд и традиций. Так что я взял курс севернее прежнего маршрута, в обход к поросшим кривыми деревцами холмам. И тут же старые традиции вышли боком. Едва приблизился к холмам, датчик аномалий затрещал в унисон с дозиметром. Я держал путь прямиком к зоне аномальной активности. Однажды сталкер Петров попросил перекупщика раздобыть ему пособие по азбуке Морзе. «А зачем тебе?» «Да вот, нашел какой-то приемник, совсем старый. Азбукой морзель мне чего-то щелкает, а я не понимаю. Так это же дозиметр. Словом, пришлось забрать еще круче к северу. Едва я скинул из рюкзака груз бледному, сразу сделалось так легко, что крюк в пару километров не казался проблемой. До вечера далеко, безопасный ночлег найти успею. Завтра еще до обеда буду в снежинке. Треск дозиметра стих. Я миновал холмы, за ними деревья не росли, только рыжая, выгоревшая на солнце трава. Судя по скудной растительности, воды поблизости тоже нет. Стало быть, и зверью в этих краях делать нечего. Так что первые полчаса я шагал довольно скорым шагом. Один раз вдалеке показалось кабани стада, а больше никого не встретилось. Кабаны на меня не обратили внимания, почесали куда-то по своим свинским делам. Потом начался лес, я убавил шаг. За кустами журчал ручей. Счетчик Гегера вяло протрещал, что вода радиоактивна. Я пошел осторожнее, мало ли какую тварь принесет к водопою. Вот из-за того, что шагал медленно, я их и заметил. Россыпь гильз матов поблискивающих, совсем свежих. Местечко укромное, с одной стороны, валуны по пояс, с другой густой кустарник. Хорошее место для засады. Сразу же припомнилось, в этой стороне совсем недавно стреляли. Я глянул на ПДА, ругая себя за то, что давно не проверял его. Святые мутанты. Две точки, неподвижные. А Трава-то примята. Похоже, парень лежал в засаде, прежде чем открыть огонь. Я присел, сгреб гильзы. Калибр 7,62. Возможно, стреляли из СВД. Снайпер? Засада? тут что за шутки? Кого может стереть снайпер в такой глухомане? А сигналы на ПДА так и не сдвинулись. Очень мне это не понравилось. Может, они ранены? Им нужна помощь? Хотелось бы побыстрее вернуться. Но не дело это проходить мимо в такой ситуации. Любой может оказаться в беде. Когда-нибудь и я в ней окажусь понадобится мне помощь, а кто-то пройдет мимо. Солнце скрыли тучи, сразу стало темнее, в самый раз к моему настроению. Я еще раз осмотрел гильзы. Ничего нового, конечно, не разглядел, но и двинул осторожненько к неподвижным сигналам. Лес становился все гуще. И чего это сталкеров туда понесло? Открытое место куда лучше, или на худой конец редколесье. Так что им там понадобилось в чаще? Судя по карте, ничего там нет. Шел я медленно, осторожно. Теперь уже на ПДА поглядывал чаще. И не зря. Когда почти добрался до цели, из-под западного края монитора выплыли еще две точки. Они медленно кружили, не сближаясь. Один преследует, другой уходит. Хм, знать бы еще кто кого гонит. Пожалуй, снайпер должен оказаться преследователем. Он же здесь сторона активная. Он напал. Расслышав хруст валежника, я замер. Шум быстро нарастал, приближался. Крупный зверь бежит, не крадется, не скрывается. Я прикинул, откуда ждать гостя, и отступил за дерево. Там нижний ярус ветвей давал укрытие. Я притаился. Вроде издалека донесся вой слепой собаки. Но прислушаться мне не дали. С хрустом и треском из кустов вылетели две псевдоплоти. Вернее, сначала я заметил одну. Первой неслась здоровенная скотина, грязная, лохматая, шерсть клочьями топорщица. Я не хотел с ней связываться. Надеялся, что тварь уберется по-хорошему. Но оказалось, что следом мчится еще одна, мелкая. Ветки, отброшенные первой псевдоплотью, разгибались и лупили детеныша. И, как назло, когда мутанты поравнялись с моим убежищем, толстая ветка попала мелкому по глазам. Тот заверещал. Мамаша взревела и развернулась ко мне. Оказывается, она меня сразу заметила, но не собиралась нападать, а тут вообразила, что я пристаю к ее отпрыску. Но я был готов. И убедившись, что столкновения не избежать, сразу дал очередь. Длинные конечности псевдоплоти подломились. Я угадал с выстрелом, взял тварь в развороте, когда ее инерция была погашена. Она кувыркнулась, мелькнула брюха с сосульками налипшей грязи. Детеныш на скаку врезался в мамашу, завизжал. Раненая туша колотила голенастыми паучьими лапами так, что в миг превратила башку отпрыска в кровавую кашу. Инстинкты принуждают этих мутантов вступать в драку, не раздумывая, едва их тронешь милочи извернулась и воткнула копытца в опрокинутую мамашу. Теперь они ревели и визжали в унисон, терзая друг друга. Я бросился в сторону, не дожидаясь, чем кончится дело. И вовремя за моей спиной послышались хриплый виск и «О-хо-хо» слепых псов. Отмахав несколько десятков шагов, я прислушался. Стая накинулась на раненых мутантов. Ну, порядок. Теперь можно спокойно уходить. Задерживаться здесь не следует. Псы станут жрать псевдоплоть, они же за этой парочкой наверняка и шли. Хотя, с другой стороны, я не раз замечал, что стая, разгоряченная преследованием, становится непредсказуемой, тем более, что молодые псы-аутсайдеры, прайда которых вожаки почему-то не допускают к добыче и вовсе бесятся от запаха кровавого мяса. Я прикинул по ПДА неподвижные сигналы совсем близко. Однако шагать придется в обход, чтобы не приближаться к перующей своре. Сталкера Петрова мутанты обычно не обижали. Бюреры за своего принимали, кровососы, едва завидев, разбегались. Вот только псы иногда бросались, сослепо. Тут из-за края карты на монитор вплыли два сигнала, по-прежнему медленно кружа друг за другом. Один уходил, другой преследовал. Я прибавил ходу. Вдалеке раздались два выстрела, потом автоматная очередь. Калаш прозвучал вполне узнаваемо. А кто палил первым? Снайпер? Кто его разберет? Вполне возможно. Вот и поляна. Стволом я осторожно раздвинул ветки и пригляделся. Двое. Комбизы обычные. У меня раньше похожие был. Такой, конечно, не защита от пули из СВД. Я сверился с ПДА. Подвижные точки пляшут в километре или около того. В любом случае, они, похоже, увлечены друг другом. Хотя, снайпера не может не заинтересовать мой сигнал. Ладно. Я подбежал к телам. С первого взгляда сделалось ясно. Этим людям уже никто не поможет. У одного грудь разворочена очередью, Другого расстреляли в голову, так что лица не узнать. Первого я вроде помнил. Он покинул снежинку вскоре после того, как я туда притопал. Ушел с приятелем. Или с ним был третий? Вроде нет. Но он мог присоединиться позже. Снайпер подстрелил двоих, третий ушел. Теперь убийца его преследует. И кому вы не угодили, мужики? Почему вас снайпер подстерегал? Вроде сталкеры, как сталкеры, ничего особенного. Хорошо заметный кровавый след уводил в кусты. Тот, что сбежал ранен, видимо так. Что-то здесь не лепилось, не укладывалось в картину засады, которую я себе нарисовал. Но думать было некогда. За лесом снова прогрохотал Калашников. Кто бы там ни стрелял, пил он длинными очередями. И как мне показалось наугад. Хотел спугнуть снайпера, который подобрался слишком близко, или напоролся на мутанта. Точки сигналов на мониторе ПДА плясали, не задерживаясь ни на миг. Парни спешили, беглец двигался сложным зигзагом вокруг полянки, где остались тела его приятелей. Может, хотел избавиться от преследователей и вернуться за своими. И что мне теперь делать? В конце концов, я прикинул примерный маршрут погони и двинулся на перерез было немного не по себе. Я впервые оказался в подобной ситуации. Может, зря вмешиваюсь. У нас на юге любой бы поступил так. Правда, там куда более людно, чем здесь. Окрестности рыжего леса – место пустынное. На помощь позвать некого. Неудобно пройти мимо, если твой брат сталкер в беде. Понять бы еще, что здесь творится. Зачем одиночка напал на группу из трех человек? Связано ли это как-то с моим заданием, с тайником в бревне? Соблюдая осторожность, я брел по мертвому редколесью, поглядывал на ПДА, решив доверять больше технике, чем собственным чувствам. Обзор-то закрыт, и шума в лесу всегда бывает достаточно. Половина деревьев сухие, безжизненные, когда ветерок налетает, а мертвелые куроны издают жестяной скрежет. Да и живность водится, то ворона сядет на ветку, Сыпав рыжую высушенную кору, то в кустах какая-то мелкая животина прошелестит. А погоня кружила и кружила Я понимал беглеца, ему из заросли выходить невыгодно. На пустом месте снайпер его легко возьмет. Вот он и держится леса. Когда их сигналы приблизились, я остановился. Мне-то в любом случае незачем было суетиться. Поскольку мы уже сейчас топтались на одном пятачке, я успел изучить местность, приметил безопасные участки. Мне это было проще, чем двоим активным участникам погони. Отключив комп, я нырнул в заросли так, чтобы вклиниться между беглецом и снайпером. Конечно, обоих должно было озадачить исчезновение моего сигнала с ПДА, но это лучше, чем торчать у них на экранах. Шагал я осторожно, старался не шуметь, ведь я теперь тоже не видел, где эти двое – Сейчас парочка кружила по часовой стрелке, а я как бы выдвигался из центра циферблата, чтобы вклиниться между ними. Слева взвыли псы, ударили одиночные выстрелы. Слышны были голоса пяти или шести мутантов. Снайперу сейчас было не до меня, так что я врубил ПДА. И услышал писк датчика. Он показывал, что в той стороне, где начиналась свалка, притаилась аномалия. Вот у снайпера закончилась обойма. Псы взвыли еще яростнее, потом раздались хлопки Макарова. Я вывалился из зарослей, как раз когда охотник расстрелял обойму, и три пса прыгнули на него. Двоих он успел завалить. Рыжие тела распростерлись на поляне. Третий повис на рукаве. Я вскинул автомат, но стрелять было не с руки. Еще два пса хрипя вцепились в комбе снайпера, пытаясь повалить. Парень прыгнул туда, где мой датчик засек аномалию. В прыжке сталкер развернулся, трамплин подхватил двух псов. Мутанты взвыли еще отчаяние, но челюсти не разжимали. Аномалия так и подкинула их вчетвером. Я короткой очередью срезал в воздухе третьего пса, которого инерция отнесла в бок. Три сцепленных фигуры приподняла над землей, Парня шмякнуло о ствол мертвой сосенки, хрустнуло, то ли дерево, то ли ребра. Лучив момент, я подстрелил еще одну собаку, а последний мутант оказался на груди снайпера. Они сползли по стволу. Снайпер, рыча не хуже пса, вцепился в рыжее горло. Оба упали в кусты. Загрохотал Калашников, беглеца, тоже совсем рядом. Я бросился на звук. Снайпер остался наедине с собакой, вот пусть и разбирается. Рядом сталкер, которого он гнал, вроде раненый. Выскочив из-за кустов, я увидел слепого пса совсем молодого, некрупного. Прошитый автоматной очередью мутант умирал. По телу пробегали последние конвульсии. Над ним стоял незнакомый сталкер. Его автомат был направлен точно мне в лоб. Губы шевелились но я не слышал ни звука. Глаза шальные, безумные. «Эй!» – начал я. «Я не с ним, я тебе помочь решил». Мой калаш был направлен вниз. Я чувствовал, стоит лишь пошевелить стволом, сразу получу очередь. Я и не шевелился, только косил глазами по сторонам. Как назло, рядом ни одного приличного деревца. Упаду в кусты, он полоснет очередью. Вот черт, влип! помог, называется. — Убью! — отчетливо произнес автоматчик. — Убью всех! Всех убью! — Ты погоди, погоди. Я уже понял, что передо мной псих. Но с психом можно поговорить. Согласиться со всем, что он наболтает, попробовать успокоить его. — Послушай меня. Сталкер не слушал. Я даже не был уверен, понимает ли он, что я к нему обращаюсь. Взгляд шарил. По моему лицу, но глаза оставались пустыми. Я заметил, что на его плечах перекрещиваются лямки двух рюкзаков, а еще кровь на комбезе. Убью, и черных тоже, убью. И тогда я сообразил, части пазлов стали на место. Картинка сложилась. Людей на поляне расстрелял не снайпер, очередью и одного, и другого, очередью из того самого калаша, что глядит сейчас мне в лицо. Не знаю, зачем и кого пас снайпер, но этот, стоящий передо мной, убил двоих, а грабить не успел. Его спугнул снайпер, так что убийца схватил чужой рюкзак и побежал. Рюкзак убитого сталкера был в крови, с него лилось. Вот и остался след, уходящий с поляны. А я дурень в лес. Святые мутанты, почему я вечно лезу не в свои дела? Ты сможешь, очень серьезно сказал я Психу, у тебя получится, ты всех убьешь, и черных тоже. За спиной сумасшедшего лес пришел в движение. По кустам и кривым стволам рахетичных сосенок побежали волны. Лес наползал на него сзади. Кусок пространства выпирал, выламывался из общей картины. А я глядел в лицо Психа и монотонно на одной ноте повторял, всех их гадов, всех убьешь, у тебя получится. Но главное, не спешить. Торопиться нельзя, потому что работы много. Их же много, и черных, и всяких. Не надо спешить. Их много, согласился безумец. Автомат его слегка ушел в сторону. Но черные хуже всех. Вот, сам понимаешь. За его спиной хрустнула ветка. Он дернулся, но ничего не успел сделать. Лес ухватил его корявыми лапами одной поперек груди, другой за голову. Здоровенная широкая ручища закрыла лицо сталкера, дернула. Связким чавканьем сломался хребет. Голова запрокинулась. Показалась темная морда с изуродованными, иссеченными щупальцами. На челюстях и на шее выделялись только что затянувшиеся раны. Из трещин регенерирующей плоти сочилась вязкая прозрачная дрянь. Кровосос тот самый, что схлопотал с полдесятка моих пуль, подался назад, увлекая за собой обмягшего сталкера. А я все глядел завороженный. Глаза кровососа мутны, словно налитые кровью. Взгляд странный, нечеловеческий. То есть понятно, что нечеловеческий, это само собой. Но очень странный. Мне раньше никогда не доводилось смотреть глаза кровососу. Мутант пошевелил изуродованными щупальцами Пара отростков легла на вывернутую шею сталкера. Горло мертвеца казалось неестественно белым и гладким, рядом с шершавыми, бугристыми щупальцами и засаленным воротом свитера, который вылез из-под комбеза. И, наконец, я стряхнул оцепенение, скинул автомат, но не стал стрелять. Кровосос пятился и пятился, скрываясь в зарослях. Ветки кустарника мягко раскачивались перед ним. Я подобрал свалившиеся рюкзаки психа, послушал, как стихает зарослях шум. Мутант решил убраться от меня подальше. Он-то уж точно не был психом. Сперва я тоже пятился, потом отважился повернуться спиной к полянке, сориентировался по ПДА и пошел к снайперу. Его я застал лежащим в обнимку с собакой. Оба с ног до головы были заляпаны кровью. Слепой пес уже издох, а сталкер дышал. Я разомкнул его руки, сцепленные на собачьем горле, отвалил рыжее тело в сторону и перевернул парня на спину. Вот так встреча. Кореец! Слепой, ты откуда здесь? Кореец верховодил новичками на автокладбище, когда я в последний раз наведывался к свалке, и дела у него шли отлично. Странно, что он бросил обжитое место. Ну, так вышло сле. Зывай меня хромым. Теперь меня так зовут. Старую кличку лучше не вспоминай. Ладно? Ладно. Кореец неловко попытался сесть и застонал. Что с тобой? Ребра. Сможет сломал, когда об сосну приложился, сильно ударило. А чего ты в трамплин полез? Так ведь псы. Повисли твари, я и подумал, суну их в трамплин, сразу отпустят. Сам отскочить успею. А не видишь, и меня утянули. Ну ты даешь. Я знал, что кореец отчаянный малый. Но решиться на такое, засунуть в аномалию мутанта, который в тебя клыки вонзает, это, по-моему, как-то слишком. Показывай, где приложился. Собаки тебя сильно покусали. Не так, чтоб. Но комбез прогрызли. Укол сделаешь. Пока я хлопотал над корейцем, он поведал свою историю. Вояки, устроили рейд по свалке. Он распустил парней и сам двинул сюда. Пока что осел в снежинке, но ушел оттуда за день до моего прихода. Парня, которого утащил кровосос, звали Гена Жмур. Его заказали свободовцы. И ты согласился. У нас на юге считало зазорным наниматься охотником на человека. Здесь, видимо, другие порядки. Кореец пожал плечами и поморщился. Ребра его, похоже, были не сломаны, но трещины наверняка появились, да и ушибся он порядочно. А чего ж не согласиться? Насчет жмура слушок прошел, мол, мозгами двинулся он. Крыша съехала. Несколько раз пацаны пропадали, и он там же крутился. Но ни в снежинке не показывался, ни в рентген, Никуда не ходил. Вот свободовцы его и это приговорили. В зоне свой суд. Если контроль над территорией берет группировка, она и решает, кого приговорить. Психон, это верно, кивнул я. Потом добавил. Был. Ну вот, сам видишь, слепой. Кореец перехватил мой взгляд и поправился. То есть хромой. Я запомню, не беспокойся. Согласился, да. Свободовец, пермяк, крикуха. Мне СВД дал патронов. Это задаток за работу плата отдельно. Когда бы кого нормального заказывали, я не взялся бы. А этого жмура, чего ж не взяться? У тебя курить нет. Я же не курю. Я тоже. Сейчас вдруг захотелось. Так я говорю, взялся. Эта территория вроде как свободовская. Они своих ребят посылали жмура прибрать. Потеряли троих. Здесь какая-то группа обосновалась. Сами вроде никого не трогают. Но если кто к ним сунется чужой, Черные, что ли? Догадался я. Жмур перед смертью говорил. Мол, черные здесь, он их убьет. А зона их разберет, черные или еще какие. Комбезы вроде черные, как у Монолита. Я их близко не видел. И к рыжему лесу, где они окопались, не совался. Свободовцы-то жмура не нашли, напоролись на этих. А я стерег Гену здесь. Потом гляжу, идет мой клиент. Да не один. Ну мне откуда знать, как чужие пацаны поступят, если я у них на глазах гену приберу? Мало ли, пацаны молодые, таким не сразу объяснишь, еще кипишевать начнут. Они-то небось радовались, опытный сталкер встретился. С ними идет то, все. Да я понял, тогда ты засаду устроил. Угу, подумал, завалю жмура издали, да и дерну. Молодые не пикнут, даже не въедут, что к чему. Заодно они же и закопают Генчика. Мне мороки меньше. Обогнал их, устроился. Видел твою Лешку. Да я и не прятался особо. Прикинь, уже жмура начал выцеливать. Они как раз вышли на поляну. Он вдруг пацанов этих одной очередью валит. В упор, представляешь? Вдруг резко. Конечно. Автоматной очереди я тогда не расслышал как следует, но и принял за эхо. Еще бы мне слушать, если кровосос наседает. Я секунду промедлил, а потом промазал. Корей с досадой плюнул. А он уже схватил рюкзак и в кусты. Я за ним. Кстати, твой сигнал почти сразу приметил, но понятно не знал, что это ты. Вижу, идет себе мимо человек. Я так и думал, что ты неправильно поймешь и сунешься. Думал, если что, стрелять придется. Тьфу, что за жизнь пошла? Ну и ты ведь тоже думал, если что, меня валить. Так я ж... Ничего слепой, то есть хромой, все нормально. Мы друг друга не застрелили, остальное можно поправить. Ты идти сможешь? Смогу, пацанов похоронить бы. Ладно, идем, только мне в снежинку. И мне тоже. И мы пошли. Часть вторая. Три сталкера. Глава четвертая. Детектор лжи. Пригоршню слепой считал человеком несерьезным, легкомысленным, поэтому не сомневался, если встреча назначена в глухом урочище, где нет четких ориентиров, значит непременно выйдет какая-нибудь накладка. Либо опоздает пригоршня, либо место перепутает. Тем удивительнее было обнаружить, что сигнал на экране ПДА появился точно в том квадрате, где была забита стрелка. И именно в условленное время. Тут же на комп слепому упало сообщение. «Я тебя вижу, а ты меня...» «В масштабе один к ста», — отозвался слепой. Через четверть часа пригоршня показался в натуральную величину. Крупный улыбчивый блондин спортивного сложения. Даже шрам на лбу его не портил, а только добавлял мужественности. «Привет, слепой! Здорово! А чего ты один и пешком?» «В самом деле, обычно Никита и его напарник, сталкер по прозвищу Химик, разъезжали на малыше, бронированном вездеходе». «Наш человек в булочную на такси не ездит!» Отрезал Никита и потом пояснил. Андрюха малыша в сундук погнал, на техобслуживание. Давно пора, накопилось там всякого. А ты чего же не с ним? Э, так я и это. Пригашня замялся. Ну что, пойдем, а то торчим тут, как. Идем, согласился слепой, направляясь по тропе, по которой сюда пришел Никита. Так чего у тебя в сундуке-то? Сталкер почесал в затылке. Да сорняк, понимаешь, но он вообще должен был соображать, кого на работу берет. О ком речь? Девчонка у него новая, Танюхой звать. А-а-а! Слепой начал догадываться. Пригоршня всегда нравился женщинам, а уж у сорняка контингент был, так сказать, очень влюбчивый. Так вот она новенькая, понимаешь. Я ж не знал, что он сам на нее глаз положил. Сорняк положил глаз на Танюху, уточнил слепой. И ты тоже? Глаз? Ох, не глаз ты, Никита, туда положил. Пригоршня издал неопределенный звук. Что-то среднее между смехом и фырканьем. Ладно, я понял. Химик укатил к сорняку, а ты остался. Зачем позвал? Пригоршня постарался сделать серьезное лицо. Есть дело, слепой. Младшего коваля завалили. Я у них контуюсь, пока химик ездит. Ну и решил тебя позвать. Опа! Только и сказал слепой. Братья Ковали организовали сталкерскую стоянку южнее Рыжего леса. Вообще, сейчас в этих краях хозяйничали свободовцы. Стоянки были под их контролем, но Ковали – люди спокойные и авторитетные. Разборки не встревают, на себя много не берут. Со свободой у них нейтралитет. Останавливаются у ковалей в основном охотники, люди старомодные и грубые, которым не нравятся веселье и суета. Сталкеры помоложе предпочитают тусоваться со свободовцами. Ригоршти в самый раз было бы туда. «А чего тебя к ковалям занесло?» Никита шмыгнул носом. «Химик оставил. Сказал, там я ничего не испорчу. Несправедливый он, разве я чего портил?» «А уху. Танюха сама, я ж не виноват, что ко мне бабы липнут. Ладно, ладно, я не химик, не оправдывайся. Ну так что там с ковалем? Младшего коваля ночью зарезали. Тихо, никто не слыхал. Пропали деньги, кое-какой хабар. Это старший коваль обнаружил. На хасе шестнадцать рыл, охрана клянется, никто не выходил. Значит, убийца все еще там. И прикинь, никто этого вроде сделать не мог. Дверь изнутри заперта, ключ торчал в замке. А Ковалю едва башку не отхватили. Горло перерезано. Крови натекло. Ну и пропало много. И деньги, и барахло. Так Михаил сказал, старший. Теперь орет. Никого не выпущу, пока убийцу не найдем. Ну а я здесь при чем? Я Коваля не убивал. Не, без вопросов. Не в том дело. Ты убийцу найдешь. Михаил обещал, что половину украденного хабара даст. Там одной налички тысяч двадцать было, прикинь. Так я ж не боюсь. Я Ковалю конкретно расписал, что ты крутой сыщик. Я слепой остановился, пришлось и Никите притормозить. Ты а кто же? Химик-то умотал, понимаешь? У химика котелок варит, он бы просек, что там к чему. День бы походил хмурый, второй позаглядывал бы везде и вычислил убийцу. Небось, не сложно-то. А я не того. Я больше насчет пострелять, чем подумать. Ну, и другой там народ в лагере тоже не того. Пригоршня покрутил головой. Неинтеллигентный, короче, все парниши. Я бы даже сказал наоборот. Охотники всякие, дремучие, сталкеры, которые годами за периметр носу не кажут. Соль зоны, причем не ядированная. Он зашагал дальше, потянув следом слепого, которого ухватил за рукав. А ты человек, образованный, с понятиями, хоть и молодой. Я рассказал, как ты пустовара вычислил, как его на глазах увоя грохнул. Мол, ты спец. Да не волнуйся, главное дело-то плевое. Мы ж все на базе королевской торчим. Все, кто ночью был. И убийца тоже, никуда он не делся. Тут только правильно выбрать. А Михаил обещал, что тому, кто найдет... А если я не смогу найти? Странный ты, слепой, как это не сможешь? Мы ж все, кто ночью был, там и... Ага, слепой задумчиво кинул взглядом рослого спутника. Я вот сперва подумал, почему Коваль тебя вообще выпустил. Потом понял, ну точно, ты вне подозрений. Типа сталкера Петров, Санта Симплицита. Кстати, слышал анекдот? Сталкер Петров встречает контролера, а тот говорит, «Никогда не видел бюрера с ружьем». «Э, погоди, куда ж ты меня ведешь?» Предколисье сменило зарослями. Земля пошла под уклон. Теперь все чаще встречались сырые впадины, а деревья росли все ниже. «Ну, — Никита замялся, — тут еще в одно место зайти надо». «Какое еще место?» «Так это, я ж тебе толкую, грубый народ у ковалей, дикий, лесной, Приведи, говорят, шамана. Шаман типа убийцу в раз А я думаю, такой хабар шаману жирно будет. Лучше пусть нормальный человек заработает и со мной поделится. Да погоди ты про хабар, поморщился слепой. Что за шаман? Кстати, мой ПДА показывает впереди болото. А, так ты не знаешь. Точно, ты же здесь недавно. Улыбка пригорошни сделалась и вовсе лучезарной. Тогда тебе будет интересно. Чего интересно? Там болото. Так я и говорю, шаман на болоте живет. Он не любит, когда людно. На болоте прячется. Да ты не беспокойся, оно небольшое. Скоро на месте будем. Вон, гляди, тропа к его домику ведет. Слепой проследил, куда тычет пальцем пригоршня. В самом деле тропа. Там, где она находилась, было еще сухо. Но дальше тянулись лужи грязи, окна ржавой, затянутой пленкой воды, да кучки облепленные зеленой дрянью. Вдалеке что-то чавкало, хлюпало, лениво плескалось. Но что именно, было не разглядеть. День выдался теплый. Над топью вставал вонючий туман, застилающий окрестности. Время от времени налетал ветерок, шевелил влажные пласты испарений. Тогда становилась лучше видна тропа, вводящая в глубину болота. Где по кочкам, где по бревнам, брошенным между островками. Путь отмечали вешки, воткнутые в вязкую бурую массу. Иногда тропинка скрывалась в воде. Там вешки торчали гуще. — Ну вот я тебе завидую. Ты шамана еще не видал, так порадуешься, — разглагольствовал Пригоршня. — Такого и в цирке не покажут. Идем тебя ждет незабываемое зрелище. На моем ПДА только мы с тобой, заметил слепой. Нет третьего сигнала. Может, ушел твой шаман куда-то по делам? Неохота в эту грязь зазря лазить. Нет, он здесь. Только ПДА не включил. Он же тебе шаман, а не хрен псевдособачий. Видишь, вешки торчат, значит дома. Шаман, когда уходит, вешки за собой выдергивает, чтоб чужие не влезли. Ну, идем, не стой. Держись за мной поближе. Пригоршня подобрал у края воды кривую длинную палку, выпачканную грязью. Слепой последовал его примеру, и они зашагали по отмеченной вешками тропе, прощупывая путь перед собой, осторожно передвигаясь от одной отметки к другой. Пригоршня шел первым. На его компе избушка шамана была отмечена, и он изредка поглядывал на экран. Слепой почти сразу умудрился вляпаться по колено и теперь раздраженно бурчал на ходу. Вешкин собирает, чтоб не влезли. Да что здесь кому понадобится, бюрерам, разве что грязи свежей набрать, или лягух наловить на завтрак, кто б сюда поперся. Однажды сталкер Петров выстирал снарягу в озере. Теперь вместо озера там болото. А мы уже пришли, бодро объявил Никита. Во, гляди. Точно, шаман дома и жрать готовит. Чуешь, как воняет. И дым идет. Посреди болота на небольшом островке слепой разглядел хижину, сложенную из почерневших от сырости бревен. Домик порос зелено-бурыми бородами мха. Картина вышла довольно живописная. Но слепой этого оценить не мог, поскольку был дальтоником. Над короткой трубой, торчавшей из крыши, и в самом деле курился дымок. На другом краю островка, сквозь туман, поблескивали с полохи жарки. «Эй, шаман!» – издали заорал пригоршня. «Открывай, Дед Морозов пришел!» Низенькая дверца со скрипом отворилась. Высунулся человек, поглядел на гостей. Шагнул вперед, распрямил спину. Настоящий великан, куда крупнее здоровяка пригоршни. Ветер, как по заказу, погнал струи тумана которые серым саваном окутали хозяина болот. Рослая фигура шамана была задрапирована широкой накидкой. На голове его слепой разглядел что-то вроде короны. Струи тумана обтекали гигантскую фигуру. Сквозь призрачную пелену темный силуэт казался еще больше. — Не ори, бродяга! — хрипло пророкатал хозяин. — Чего надо тебе? Пригоршня несколько замялся, но быстро справился со смущением. «Шаман, идем с нами, ковалям!» Младшего брата зарезали. «Михаил награду обещай тому, кто убийцу найдет!» «Мужики тебя решили позвать!» Шаман тяжело задумался, глядя поверх голов гостей. Слепой, хотя был циником, скептиком и материалистом, невольно поежился. Как-то тревожно он себя почувствовал в этом туманном месте – да еще рядом со странным болотным жителем. Пыло в шамане что-то по-настоящему необычное, даже по меркам зоны удивительное. Хабар украли, половину тому, кто найдет, — добавил пригоршня. Хороший хабар. Что же, — изрек шаман, — ступайте, откуда пришли, той же дорогой. Да не оглядывайтесь, не то беда выйдет. Духи смотрят спину, не сердите духов. Сталкеры пошли обратно. Теперь первым оказался слепой. Он двигался вдоль вешек не так уверенно, как Никита, поэтому шаман успел их догнать и выбрался на берег болота почти одновременно с гостями. Великан прижимал груди охапку вешек, на ходу выдергивал. Он бросил грязные палки на траву и перекинул из-за спины трехлинейку Мосина, обмотанную шерстяной тряпкой с грязной бахромой. Из тряпья выступали конец ствола и короткий трехгранный штык, ржавый и очень зловещий. Мрачно сопя, шаман оглядел провожатых. Слепой с любопытством наблюдал за ним. Таких колоритных обитателей зоны он прежде не встречал. Хозяин болота и вправду оказался ростом выше пригорошни, да и в плечах пошире. С головы до ног его окутывал плащ, живописно заляпанный грязью в самых неожиданных местах и разрисованы странными символами. Кое-где на балахон нашиты пробитые гильзы, косточки, перья, все перемазанное болотной тиной. На ногах здоровенные сапожища. Тени под капюшоном прячется покрытое узорами лицо, то ли разрисованное, то ли в татуировках. А еще исполинскую фигуру украшали челюсти псевдогиганта, напяленные поверх капюшона на манер короны. «Ты!» Огромный грязный палец нацелился в лицо Никиты. «Бензином воняешь!» «Это дрянь, дурно воняешь!» «Это не нужно, неправильно!» «Так а чего, а как же?» – удивился сталкер. «Костер там разжечь, если сыро, так бензинчику приснешь, бывает, или еще что!» «Костер – это нужно, это правильно!» – смело стивился шаман. «Живой огонь! Зона не для того мира, где бензин!» Нак человек и босс, и глуп пред зоной. Но дан людям живой огонь. Он нам нужен, он правильный. Ты, ручище, указала на слепого. А это слепой, пояснил пригоршня. Он тут недавно. Ты человек, не слушая, продолжал ракотать болотный житель. На компьютер глядишь часто. Это неправильно, это плохо. Ты человек, а не машина. Слепой, пожал плечами. Ну да, он поглядывал на монитор ПДА. Ждал, включит ли шаман свой, выйдя из болота. Нет, не включил. Идем, что ли? В присутствии болотного великана пригоршня оказался меньше, чем был на самом деле. По дороге расскажу, как у Ковале было. Огонь расскажет, величественно откликнулся шаман. Ты напутаешь, огонь не соврет. Он скажет верно, а не так, как ты увидел. Человек врет, сам себе врет больше, чем другому. Огонь все видит. Да как хочешь, покладисто согласился Никита. Огонь так, огонь, кто б спорил. А я ж так не в жизнь. Пока шли к лагерю ковалей слепой украдкой разглядывал шамана. Тот шагал широко, держался чуть в стороне, а ПДА только не включил, хотя слепой был уверен. Под грязной хламидой наверняка припрятан комп. Их шталкует о вреде техники, а Мосинка не брезгует. Пригоршня не мог молчать подолгу. Он то и дело принимался болтать. Но стоило шаману бросить в его сторону хмурый взгляд, сразу смолкал. Взгляд у шамана был тяжелый, гнетущий. И рисунки на физиономии, спрятанные в тени под капюшоном, выглядели пугающе. Казалось, будто по лицу пробегают волны, темные пятна, сливаются в странные изменчивые узоры. Изредка шаман издавал глухие мрачные звуки, очень многозначительные, не похожие на членораздельную речь. Братья Кавали обосновались на старой подстанции. Несколько обветшалых зданий до сих пор окружала двухметровая бетонная ограда. До катастрофы в этом месте проходила высоковольтная линия ажурные мачты и сейчас торчали на холмах. Ветер мотал, обрывки кабелей. Кавалина нарастили забор, поверх намотали колючие проволоки, поставили на крыше центральной постройки решетчатую каланчу, прожектор. Местечко они выбрали удачное. В округе безопасных убежищ немного, а шастать в здешних краях ночью рискованно. Клиентура не переводилась постоянно связь с большой землей у ковалей отсутствовала однако перекупщики охотно имели с ними дело, потому что знали братьев как людей обязательных и честных. В общем лагерь приносил небольшой зато стабильный доход. хозяев все уважали врагов у них не было даже свободовцы контролировавшие округу не пытались подмять заведение возможно потому что угрюмые охотники и следопыты составляющие ковалевскую клиентуру не слишком интересовали веселых ребят из группировки. Имелось и еще одно соображение. Лесовики потому и собираются к ковалям, что избегают шебутную молодежь. Установятся здесь свободовские порядки, и эти сталкеры перестанут приходить на подстанцию. А без них какой смысл ночлежку держать в этой как глуши? В общем, подстанция оставалась островком спокойствия. У ковалей на службе состояли шесть человек – Старший брат Михаил этой ночью был в отлучке, ходил к перекупщику, взял с собой одного бойца. Так что сторожить под станцию остались младший брат и пять охранников. Двое, дневная смена, отсыпались, сторожили трое. Пара у ворот и третий на вышке с прожектором. Младший коваль Николай спал один на втором этаже административного здания, где хозяева устроили штаб-квартиру и склад. Как сумели зарезать Николая, непонятно. Толстенная дверь была заперта изнутри. Ключ торчал в замке. Бойцы дрыхли на первом этаже и клянутся, что никто не проходил. Но это ничего не значит. Спали же, не могли услышать, если убийца тихонько прошел по лестнице. Постояльцы провели ночь в бывших служебных зданиях. Но, конечно, все тоже спали, никто за соседом не следил. Единственными, у кого было алиби, оказались бойцы ночной смены. У ворот мужики дежурили вдвоем. Ни один не отлучался. Теоретически, третий мог спуститься по хлипкой лестнице с каланчи. Но парни на воротах уверяли, что обязательно услыхали бы. Да и все охранники, люди надежные, работали на ковалей давно. Никогда с ними не ссорились. Все это пригоршня в полголоса поведал слепому, пока шли от болота. Шаман делал вид, что не слушает, но уловил каждое слово. Он держался на стороже, пару раз поднимал руку, по этому знаку пригоршня со слепым замирали. Тогда остановились и слышны отдаленный шум, треск веток, шерест листвы. Какие-то звери пробирались по редколесью. У сталкеров не было желания проверять, что за мутанты там бродят. Они сворачивали и обходили звериные тропы стороной. Когда на пути попадались аномалии, Шаман с его острым слухом вполне мог ориентироваться по писку ПДА спутников. А может, обладал каким-то особым чутьем на опасности. Не разобрать. На подстанции обстановка была мрачной. Как и положено месту, где произошло преступление и под подозрением куча народу. Слепой, конечно, догадывался, что так будет. Однако не учел, какие люди собираются у ковалей. По двору слонялись угрюмые типы. Как раз такие, как описал Никита. Соль зоны. Причем не а скорее каменная. Дремучие бородатые мужики, покрытые шрамами в грязных мятых комбезах. Снаряга на них выглядела, как летопись сталкерских похождений. Каждая складка, царапина, прореха, разрез – это памятная запись, рассказ о каком-то приключении. Но и настроение было соответствующее. Сталкеры глядели друг на друга настороженно, как никак один из них убийца. Охранники ковали демонстративно поглаживали стволы и сурово хмурились, если кто-то из постояльцев приближался к воротам. Когда явился шаман, Михаил Коваль отбивался от пары сталкеров, требовавших, чтобы им открыли ворота. Михаил, массивный мужик, поперек себя шире. От своих постояльцев внешностью не сильно отличался. Такой же сермяжный с виду, разве что борода кое-как подстрижена, да одежда поаккуратнее. Оно и понятно, хотя коваль уже давно на вечной прописке и на большую землю не показывается. Однако, время от времени, ему приходится иметь дело с крупными перекупщиками. Партнеры должны видеть, что он приличный мужчина, а не сталкер Петров какой-то. Подежки встречают, по снаряге провожают. Хозяин лагеря морщился и вяло отругивался. Сталкеры наседали. «Да ты ж нас давно знаешь, ё-моё!» мое? хрипло орал долговязый тощий кирза. «Иль ты чего? На нас, что ли, думаешь? Сколько лет? Мы у тебя столько лет контуемся!» «Не ори ты, не шуми с утра пораньше!» Морщинистый стопка, разящий самогоном на весь двор, схватил напарника за локоть, а сам повернулся, притирая коваля к стенке так, чтобы тот не мог ускользнуть. Не, ну Миха, ну ты сам прикинь, у нас информация есть, верно, человечек скинул. Хороший хабар можно взять. Нам человечку нужно процента дать? Нужно, я спрашиваю. О, а если он... Не только нам, если мы припозднимся. Вокруг толпились сталкеры. Видно было, что они готовы поддержать кирзу со стопкой. И навалиться на коваля всей боротвой. Да не наседай, не наседай! угрюмо отмахивался тот. Брата моего, какая-то падла зарезала. Это ты понимаешь, брата! Голос коваля стал тверже. Ты понял, Стопка, пока убийцу не возьму, никто отсюда не уйдет. Я к вам со всей добротой, пока ворота на замке, ешьте, пейте, рубля не возьму. Вы мои гости. Ну, информация у нас, губнил Стопка. Слово «информация» не вязалось за скорузлым небритым мужиком, но сталкер повторял его с удовольствием. «Нет времени нам здесь сидеть!» Снова влез с кирза, хватая хозяина за плечо. «Да отвали ты!» – не выдержал наконец коваль, скидывая руку. «Я ж к вам по-хорошему!» «Не обыскивать не велел ничего!» «А ты вели обыскивать!» – взвился кирза, нависая над кряжестым хозяином. «Ну, попробуй. Я тебе кто? Сопля зеленая?» «Да мы в зоне столько лет. Нас последний кровосос знает. Обыскивать у нас будет, -мо. моё «Правильно, Кирза, скажи ему!» – Стрял сталкер помоложе. Невысокий парень по кличке Дантист с кривыми черными зубами. Охранники зашевелились, придвигаясь поближе. Тут с вышки крикнул дозорный. «Идут! Шаман идет!» Шамана встретили с энтузиазмом. «О, ну теперь пойдет дело! Шаман быстро разберется!» – объявил дантист, заглядывая великану в лицо. «Это ж сам шаман, не какой-нибудь стручок!» Болотный затворник глядел поверх голов. И если даже похвалы были ему приятны, не подавал виду. Коваль, растолкав спорщиков, пробился к нему. Шаман, слушай, тут такое дело. Гость величественно поднял огромную ладонь. Ничего не говори, не огонь обо всем поведает. Брата, покажи, хочу видеть. Уяснив, что в его сторону никто не смотрит, слепой ткнул локтем пригоршню, который, развесив уши, прислушивался к разговору. Никита помнился и поспешно вставил. Михаил, вот это слепой, я тебе говорил о нем. «Этот, что ли, который мостак задачки распутывать?» Коваль оглядел сталкера с ног до головы и как будто остался недоволен. «Этот человек с компьютерами!» — прокатал шаман. «Не верь ему!» «Да мне, в общем-то, все равно!» — слепой пожал плечами. «Я сюда не напрашивался, могу и назад». «Погоди, парень, я ж просто тебя не знаю совсем!» Устало промолвил Коваль и провел ладонью по лицу. Смерть брата он переносил стойко, но видно было, что ему тяжело. Погоди, пусть шаман попробует. Если у него не выйдет, тогда твой черед, лады. Шаман по ночам с духами говорит. А тебе до утра времени, а? У шамана всегда выходит, ставил кто-то, он быстро. Пусть так и будет, влез в разговор стопка. Слышь, Кирза, до завтрашнего утра здесь еще перетопчемся. Только миха, водки скажи, что принесли. А что за человека ты привел, пригоршня? Стрепенулся Кирза. Этому я тоже не дам себя обыскивать. Заранее говорю. Откуда я знаю, какие у него намерения? Да какой там обыск? слепой улыбнулся. У меня метод будет практически бесконтактный. Чего? Детектор лжи слыхали про такую штуку? Вы по очереди проходите испытания. Это недолго, минута, даже меньше. «Чё еще за детектор лажи?» – изумился Стопка. «Детектор лжи!» – поправил дантист и сплюнул под ноги. «Ты не ври!» «Я слыхал, это сложная электроника, да и бандура здоровенная должна быть!» Слепой вытащил из рюкзака тоненькую книжку в самодельном переплюте и потряс ею в воздухе. «У меня принципиально иная технология, проверенная!» «Точно!» – стоял Никита. Слепой никогда промашки не давал. Если говорит, что найдет, значит найдет. Да я сам сколько раз видел, как он... Ладно, чего языками чесать, подвел итог Коваль. Идем, шаман, глянешь на Коленьку. Я с вами, пристроился следом слепой. Мне детектор нужно правильно отладить, так что погляжу сперва. Административное здание, где обосновались ковали, выглядело, как и любое подобного рода место в зоне. Повсюду грязь, ржавые консервные банки, сломанная мебель. Слепой мельком заглянул в зал на первом этаже, где размещались бойцы. Прикинул расположение брошенных на пол матрасов. Хотя дверь не запиралась, вполне возможно, что по лестнице поднимался чужой, и никто не заметил. Тем более охранники спали. А вот комната, где ночевал покойный Николай, наоборот, была оснащена тяжеленной дверью, обитой стальными листами. Не то, чтобы ковали опасались нападения, но в этой комнате хранились их ценности, потому и укрепили вход. Чтобы утром проникнуть в запертую комнату, старшему ковалю пришлось дверь ломать, приподнять в петлях и выгнуть язык замка. «Вдвоем дверь ворочали, третий снизу ломом поддевал», — пояснил Михаил. «А ключ-то в замке, он так и торчит». «Духи!» — пророкотал шаман, пригибаясь в дверном проеме. Коваль с гостем прошли в комнату. Слепой туда заглянул, увидел вывернутые ящики письменного стола, распахнутые шкафы, залитую кровью кровать и тело в углу, накрытое дерюшкой. Пригоршня, которого никто в общем-то не приглашал, проскользнул следом и стал в уголке, чтобы не мешать. Слепой тем временем вытащил ключ из замка, внимательно смотрел, хмыкнул и спрятал в карман. «Духи побывали!» Звучно гудел шаман, прохаживаясь по комнате. Полы просторного одеяния взлетали, поднимая ветерок. Смерчи пыли и клочья бумаги шелестели над старым линолеумом позади великана. «Черный сталкер, его работа! Ему запертую дверь легко войти! Черный сталкер в смерти виновен! Духи не любят живых, ох, не любят! Только огнем от них можно уберечься! Живой огонь — это правильно!» где огня не развели, туда черный сталкер ночной тенью входит. С замком да железом каленым духов не остановишь. Это что, и хабар духи уволокли, с любопытством осведомился пригоршня. Ты, шаман развернулся и ткнул в него огромным пальцем. Человек, пропавший бензином, ты тоже для духов добыча. Ко всякому, кто мертвый огонь зажег, духи придут. Всяким добыча. Черный сталкер по зоне ходит. Он все видит, он знает вас, каждого, каждого. За каждым свой черед придет он. Живой огонь от духов защита. Слепой, хотя был до сих пор уверен, что на него эти штучки не действуют, и то ощутил, как по спине ползут противные мурашки, и нехороший холод клубком свертывается в животе. А пригоршня побледнел, но не сдавался. «Не, шаман, ты лучше скажи, куда черный сталкер хабар заныкал. Ты! Шаман уставил палец в грудь Михаила Коваля. Меня слушай, этой ночью огонь сжечь станем, с духами говорить буду. Ни один черный сталкер в зоне есть, и другие найдутся. Духи людей не любят, а друг друга еще сильнее. Они скажут, в кого черный сталкер селился, кто им обуян. Кто черным сталкером обуян, тот хабар унес. Бей его, пытай тогда, пока тайник с хабаром не выдаст. Убивай его, все едино душа скинула. Не жалей. Нынче ночью будем огонь жечь. Живой огонь! Живой огонь! Великан развернулся и широченными шагами вышел из комнаты. Протопал по лестнице и тут же за окном стих шум голосов. Одного вида шаманам было достаточно, чтобы все умолкли. Михаил стоял над телом брата и потирал лоб. Щеки его лоснились от пота. «Ух!» Пригоршня провел ладонью по лицу, поглядел на мокрые пальцы. «Вот это мужик! Сколько раз его видел, а все равно в пот бросает! Как он заводит про свой огонь!» «Колоссальный мужик!» — согласился слепой. «Другого бы за такие номера давно отметелили, а этот видно, что не битый!» «Ты, шамана, не трожь!» — буркнул Коваль. «Скажи лучше, что ты делать станешь? Имеешь какие-то мысли?» Слепой пожал плечами. «Если у шамана не выйдет, я попробую. Как раз к ночи соберу детектор лжи, там, в общем-то, ничего сложного. Просто нужно знать, как это делается». Он снова показал книжечку. «У меня здесь подробно технологии описано. Ты только заставь людей поучаствовать, а остальное дело техники». Вошел охранник, оглядел собравшихся, повернулся к Михаилу. «Шаман в дальнюю будку ушел, велел, чтоб не мешали. Он готовится к ночи. Еще сказал, как стемнеет, огонь разжигать. И это, люди к вечеру еще соберутся. Кто насчет Коля не знает, ну, постояльцы. Не пускать их. И монтер приперся, говорит, ты звал. Пускать всех, буркнул Коваль. Пусть ночуют, как обычно, чего ж». А монтеру скажи, пусть проволоку посмотрит. Мы с Колей хотели по ограде ток пустить. Так я вызвал монтера. Мы с Колей. Все замолчали. Михаил махнул рукой. Ладно, сходи за носилками, спустим тело вниз. Могилу-то вырыли. До темноты шаман просидел в бывшей трансформаторной будке. Никто его, разумеется, не беспокоил, Слепой бродил по стоянке, присматривал подходящее помещение. Потом рылся в грудах ржавых железяк, собирал всякий хлам, выдергивал провода, потрескавшиеся от времени изоляции. Почему-то особенно долго он крутился у старых кострищ, переворачивал камни, поднимая облачка золы, копался в углях. Пригоршня оказался в роли помощника, стаскивал находки слепого в сарайчик. Иногда тот заглядывал по трепанную книжечку и скупо улыбался. На расспросы любопытного Никита не отвечал. Бросил только. Жалко, что этих чумазок в самом деле обыскать нельзя. Ты понимаешь, на торце ключа глубокие царапины. Его снаружи щипцами захватили, да и провернули в замке. Тоже мне духи, моуюхи. Щипцы длинные, тонкие должны быть. Найти бы у кого. Хотя, если не дурак, убийца я давно выбросил. Что, вот так просто, щипцами? Расстроился Никита. Я-то думал, там хитрое что-то с подковыркой, а там вон как без затей. Аж досадно теперь. Потом слепой переговорил с монтюром, сталкером, который неплохо разбирался в электротехнике. Тот охотно рассказал, что затея ковалей дурацкая – ни к чему пропускать ток по гребню стены на высоте больше двух метров. Чисто понты для приезжих. Какой мутант туда полезет? А человеку что? Человека и так не остановишь. Зато питание нужно. Михаил говорит, ему батареек нанесут. Ну, артефактов. Так и что? Батареек не напасешься, если хорошую напругу давать. Монтер, тощий сморщенный мужик неопределенного возраста, Припался охотно, ему было не по себе, явился выполнить работу, а попал на похороны. Э, — Говорить Ковалю сейчас бесполезно, он от смерти братана сам не свой. Слепой поддакивал, соглашался, заодно выцеганил у монтера несколько светодиодов. Пригоршня наблюдал за приготовлениями, пытался выспрашивать, но слепой только загадочно улыбался. Наконец Никите надоело, он пошел потрепаться со сталкерами. Тем более, что Михаил Коваль выдал пол ящика водки вдобавок к обеду. Мол, помяните Колю. Настоящие поминки обещал устроить после того, как найдут убийцу. Начало темнеть, и сталкеры собрались у сарая, в котором медитировал шаман. Тот не показывался, но охотники постарше, кто уже видел колдуна в деле, объясняли – Нужно дождаться темноты. Под вечер пришли еще несколько сталкеров. Эти были не в курсе дела. Им объяснили, что происходит, показали слепого и домик, где скрывался болотный великан. Вновь прибывшие тоже решили поглядеть, как тот станет вызывать духов. Слепой с его потрепанной книжечкой и кривыми ухмылками впечатление не произвел. Однако Никита добросовестно рассказывал байки про сыщика. Из его болтовни явствовало, что слепой крут, как гималайские склоны, видит всех насквозь и точно укажет убийцу. Охранники Коваля тоже готовились. Они сзади не отоспались по очереди, а теперь явились все шестеро, увешанные оружием. На каланчу с прожектором втащили крупнокалиберный пулемет,